Эй, в эфире. Е-бой. Ну что, пацаны? Пацаны не спят? Пацаны мониторят PlayStation? Цены на PlayStation мониторят, да. И на Xbox тоже заодно. Ты что, мне начать мониторить? Не, ну вы же сами понимаете, ну, как классный. Очень классный. Важный, важный процесс-то. Классный. Этого... Кто? Кто классный? Ой, кто, зависит, не я. Или Xbox, не знаю. В зависимости от того, что тебе нравится больше. Ну ладно. Я думаю, ты скажешь, что я классный. Ну вот интересно, предзаказ. Вообще в эфир-то, блядь. В эфире, алло, да, YouTube. Дим. Ты YouTube видишь? Сейчас я его открою, я вот... в процессе открывания всех вкладочек. Так, нет, мы в эфире, нормально все, Дим. Класс. Все хорошо. Все хорошо. Все мы хорошо. Так, ну чё? А я анонсирую. Ваши жопы готовы? Господи. Плюс-минус. Оцените мразотность Capcom. Мало того, что они показали этот DMC Special Edition, так еще и выясняется, что Virgil, или как бы Вергилий, он будет платным DLC для тех людей, которые до этого купили Devil May Cry 5. То есть ты его покупаешься за деньги отдельно. Это не бесплатное дополнение. Понятно. Отлично. Я напомню вам, что когда раздали только что Street Fighter 5 в PlayStation Plus, все такие: о, ни хрена себе, а там что-то 4 или 5 бойцов, что ли, было всего. Такой лох-пидор эдишн, да. Так. Очень странная история с Demon's Souls, потому что, похоже, медиа-команда Sony по ошибке в трейлер вставил не тот титр, и теперь у всех игра уже выходит на ПК. Demon's Souls? Да, ну типа, но понимаешь, в чем проблема? Там в конце трейлера типа написано «доступно на других консолях позже», из чего я делаю вывод, что просто объебались те, кто делал трейлер, поскольку в PlayStation блоге вообще ни слова про ПК нет. Может, имеется в виду PlayStation 4? Нет, понимаешь, вот сам анонс. Давайте мы, может быть, это обсудим в рамках блока. Это я думаю, это так, в, я вышел в процессе подкаста уже составится плохо. С нашими лицами в эфире, пацаны. Давай. Здрасте. Всем привет еще раз. Здравствуйте. Кто у нас тут собрался сегодня? Кто у нас сегодня собрался сегодня? Ну, только наши бдительные фанаты, которые не спят, а цены на PlayStation мониторят. Вот так. Так, всем привет. Главный вопрос: смогу ли я вставить свой диск Last of Us 2 в PlayStation, от PlayStation 4 в пятую и начать играть? Да, сможешь. Да. Это уже как бы вопрос решенный, как раз таки. А еще ты сможешь ставить диск с каким-нибудь другим кинцом. Например, там Blu-ray какой-нибудь с Marvel, и тоже его посмотреть, как и Last of Us. Вот. Угу. Может, там нимфоманку какую-нибудь ставить, тоже посмотреть. Разница не очень большая. Что одно кинцо, что другое, сами понимаете. Слушайте, ну, раз уж мы более-менее собрались, время позднее, народу потихонечку... По-быстренько, раз-два, прям просто, знаешь, как это, как... Ты не забывай, что большая часть людей посмотрит эту запись впоследствии в записи. И поэтому нужно как бы, ну, вести эту самую запись сейчас как бы соответствующую, чтобы люди, которые нас включат, условно, завтра, послезавтра, чтобы они нормально смогли нас посмотреть, а не на уровне... Все, вот, понимаешь? Вот это поп-поп-поп, это обычно ты так делаешь, вот серьезно. Да, ну я на всякий случай говорю, вот стараюсь вас структурировать чуть-чуть, а то Макс тут уже пошел разливаться душою, как бы ты такой, типа, все, давай, пойдем, чоп-чоп. Вот, поэтому давайте-ка, короче, мы сейчас все на эмоциях, буквально на наших сунебойских таких, типа, ну, естественно. Ну, что ты начинаешь-то сразу, как бы, короче,
Вот у меня и плоёбские такие, знаешь, там, у тебя санебойские. Максим там за Xbox топит. Готов? Давай. Я топлю за RTX, ничего не знаю. Добрый вечер, добрый день, доброе утро, дамы и господа. Мы начинаем Завтракаст номер 198. И в этом эфире Завтракаста вы услышите: а. Почему стоит купить PlayStation 5? Б. Почему Xbox говно? С. Почему я останусь на ПК? Я думал, ты сейчас... Парам-парам-парам-папам. Я думал, ты сейчас скажешь что-нибудь типа: вы услышите ржавый гвоздь, кирпич, подъезд. Да-да-да, Билду и колдуна писька грыза. Сегодня с нами в виртуальной студии, конечно же, я, ваш ведущий Дмитрий Замбак. Со мной в виртуальной студии в Москве. Ну, то есть, как бы он не за мной, но в виртуальной студии. Но тоже в Москве. Километров 10 от тебя. Тимур Сейфильм-Люков, маркетолог из Москвы. И издалека Казани тоже в нашей виртуальной студии. Максим Зарецкий. Максимка, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы начинаем 198 выпуск. И, как вы могли понять, мы немножечко... Ну, скажем так, не то что обленились, нам было тяжело. Мы, к сожалению, не выходили почти 2 недели. Только сейчас засели за эфир, пишем мы его очень поздно ночью, поэтому, скорее всего, будем проебываться по фактике со всех сил. Уж сделайте на это, пожалуйста, скидку, когда будете это слушать в своих наушничках или когда будете смотреть этот стрим на Ютубе, вот да. Почему я маркетолог, а ты нет? Так вот, нужно говорить не то, что мы обленились, а нам было очень тяжело выходить, у нас было большое количество дел, мы очень-очень хотели, мы вообще хотели бы выходить 4 раза в неделю, но мы, к сожалению, не смогли. Поэтому не слушайте, пожалуйста, Диму, который обленился. Послушайте Тимура, который очень много работал. И, вот. И на самом деле, по-хорошему, если вы вдруг не можете смотреть, ну там, типа, ждете Завтракаст, а он вдруг не смог и не вышел, не забывайте, что у нас еще есть вечернее шоу ДТКД, которое выходит у нас на Ютубе, которое вы тоже можете посмотреть. Как, обычно знаете, такое... по пятницам, но иногда бывает, что и по субботам. Поэтому мы его называем обычно... Да. Вечерним шоу. Вечерним. Да? Потому что не знаем, да, когда оно будет конкретно выходить. Такие дела. Да. Но, в общем-то, имейте в виду, что у нас сегодня, так скажем, несколько основных тем. Мы решили отбросить все остальные прям такие супер какие-то технологичные, узкоспециализированные темы. Сегодня мы говорим в первую очередь про несколько важных вещей. Первое — это показы, соответственно, от Xbox, от Sony, от Ubisoft, и в том числе анонс NVIDIA и первые впечатления от того, что, в общем-то, показала NVIDIA, а также что показала Apple на последнем мероприятии и что показал Facebook в рамках мероприятия Oculus, вот, потому что они буквально вот на днях тоже показали очень много интересных новинок, вот, ну и делимся, да, соответственно, впечатлениями. Но вот, прежде чем мы начнем, хотим передать привет нашему замечательному спонсору, компании Selectel, которая в этот раз нам предлагает использовать такую фишку, как серверлесс программирование, серверлесс, платформа без серверных вычислений. Знаешь, что это такое, Тимур? Я вот не очень понимаю, я могу только из названия логически догадаться. Давай, примерно. Мне просто интересно, сможешь ли ты логически догадаться? Давай. Давай. Ну вот смотри, сервер лесовычислений, то есть получается, так, что каким-то образом вычисление производится на стороне клиента, или они как-то распределены облаке? Нет. Идея в следующем. Смотри, у тебя есть какое-то твое там мобильное приложение или какой-то сервис, для которого ты арендуешь какой-то сервер, обычно у какого-то провайдера или у какого-то там хостинга и так далее. А серверлесс вычисления ты покупаешь как бы мощности. Понимаешь? То есть как бы ты покупаешь, например, количество запросов в какой-нибудь базе данных, и тебе, в принципе, наплевать, где она там развернута. Какое количество серверов нужно для того, чтобы эта база работала? Какое количество там нужно трафика и так далее и тому подобное? Ты платишь за запросы, скажем так. Вот что такое серверлесс инфраструктура. Это новый подход. Получается, должно стоить дешевле, чем когда у тебя свой сервак? Зависит от твоих задач, естественно. Зависит от твоих задач. Но, тем не менее, это новый подход к построению, в принципе, систем в облаке. Облачные функции помогают не только заботиться об инфраструктуре, но и сосредоточиться на разработке и на бизнес-задачах вашего бизнеса. И бессерверные вычисления актуальны как для малого бизнеса, так и для более крупного. Так что мы рекомендуем вам сходить по ссылочке в описании. И не забываем о том, что у нас есть замечательный наш промокод Завтракаст, который даст вам что-то.
непонятно что, но что-то даст. Значит, что непонятно что. И вам будет классно. Ну, то есть, если вас это заинтересовало, вы сходите по ссылочке, видите завтракас, и будет круто. Вот так. Такие дела. Слушайте, ну вообще, как бы я могу сказать, что если вы сисадмин, или если вы, по крайней мере, там, типа, крутой чувак, который отвечает за серверную инфраструктуру или какой-нибудь DevOps, то наверняка Selectel вас может еще заинтересовать, хотя бы потому, что он располагается в России, что у них русская техподдержка, и что, соответственно, они соответствуют максимально российским тоже законам. Поэтому, например, если вам вдруг что-то надо хранить именно на российских серверах, потому что у вас какая-то там социальная сеть или какая-нибудь еще там такая простенькая штука, но вы должны подчиняться закону, то, ну, как бы вот. Selectel, да? Это один из ваших вариантов выбора, и вполне возможно, что он как раз сможет удовлетворить вашим запросам. Вот. Как вариант, да. Переходите, да, по ссылочке в описании и вводите промокод завтракаст. Ну, точнее, не вводите, а упомяните его менеджеру продаж, и вам обязательно сделают скинончик или что-нибудь дадут, какую-нибудь плюшку классную. Вот. Ну, мы начинаем, в общем-то, с, наверное, самой важной штуки, которая была. Это презентация Sony, которая произошла буквально несколько часов назад. Мы буквально прям вот даже несколько часов назад, а час назад. Несколько минут назад, я бы сказал, да. Но она закончилась 40 минут назад. Мы буквально практически сразу же сели писать подкаст. И так, как говорится, на свежих щах буквально сейчас вам расскажем какие-то свои впечатления. Давайте сразу вместо говоря, цена. Сколько стоит PlayStation 5 и сколько стоит PlayStation 5 Digital? Известно это или нет? Да, смотрите, все, в общем-то, ждали, что будет стоить там, типа... Ну, все уже понимали, что раз Xbox стоит $500, Series X, то, значит, соответственно, PlayStation 5 тоже, ну, не может дороже стоить, потому что иначе это будет... Ну, это будет история, как с Xbox One, который стоил $500, а PS4 стоило $400. Yeah. Сейчас будет та же самая история, по сути, как бы, ну, они четко делают $500, и все думали, сколько же будет стоить Digital Edition. $450. Никто не понимал. Ну, в итоге они сказали уже точно, что $400. То есть на $100 дешевле, на 100 евро дешевле стоит у нас, соответственно, консоль, которая будет без диска. В России правильно, цены... Правильно я очень... понимаю, что основная движуха, она вот в нижнем ценовом сегменте. То есть как бы посмотрим. PlayStation 5 соответствует цене Xbox Series X, то есть они одинаково стоят. А вот PlayStation 5 Digital и Xbox Series S, они стоят гораздо дешевле. То есть они стоят 400 и 300 соответственно. Понимаешь, у тебя будет в итоге выбор между тем, чтобы купить Xbox Series S или докинуть 100 бачей, сэкономить так на завтраках, короче, и купить себе PlayStation 5, которая, ну так, сколько, в 2,5 раза мощнее? Да, но только без диска, типа. Ну, то есть как бы... А Xbox Series S тоже без диска? Ну, я имею в виду, что вот... Как да, бы PlayStation 5, то есть, но только выбор, без диска. Если да, у тебя стоит, да, выбор между Xbox Series S и PS5, но и то без диска, угу, то реально докидываешь 100 бачей, типа, и вот раз у тебя типа есть более крутая консоль. Да. Понимаешь? Да. Ну, такой выбор, типа, такой непростой. Вот. В России цены тоже огласили. Дело в том, что в России консоль с приводом будет стоить 46 999 рублей, то бишь 47 тысяч рублей. Ни и без привода... себе, извините. Но все мы знали примерно, что она под 50 тысяч будет стоить. Вот. И без привода она будет стоить 37 999 рублей, то бишь 38 тысяч рублей. Разница между ними в 9 тысяч рублей. Между это консолями. Много. Ты видишь, это много? Достаточно. Достаточно. Но, что интересно, напоминаю вам, что Xbox Series X будет стоить в России 45 590, то есть 45,5. На 1500 дешевле, на 1400 рублей, окей, дешевле, чем PlayStation 5. То есть, соответственно, вы видите, как бы, да, что Microsoft по одному курсу сделал, а PlayStation по другому. При этом цена у них во всем мире одинаковая. А в России PlayStation 5 будет стоить дороже, чем Xbox Series X. Ну, полторы тысячи, наверное. Да, но так на что, самом деле, такое. На самом деле, люди напуганные вот этой историей про 56 тысяч, 60 тысяч. Вот эти, помнишь, слухи охуенные? По поводу того, сколько, ну, будет, да, стоить на PlayStation. Да. Народ такой, фух, 45. Хотя, 47. Как по мне, вот и так вот, если рассуждать, я покупал PlayStation 4 Pro за 32 тысячи, и я еще думал, ебать, консоль 32 штуки, сука, почему так дорого? И, пожалуйста, добро пожаловать в 2020, типа 46 тысяч, это такой же, а нормально. А неплохо. Димка, а сколько стоил твой процессор Ryzen?
Подожди про процессор, давай. Мы еще успеем про него прыгать. Я просто к тому, что, смотри, психологически ты готов, конечно, к тому, что консоль будет стоить дорого. Ну, ты к этому готов. Потому что рубль падает, потому что экономика в жопе, потому что ковид, потому что много всяких факторов, да? Но как только ты видишь ценник, ты такой, блядь, пизду видеоигры, вот серьезно. Дим, но есть очень важный момент, связанный с тем, что я напоминаю, что доллар тоже подвержен инфляции. Да. Понимаешь? И что $400 2013 года это уже сопоставимо с $500 2020 года. Понимаешь? Да, я напомню тебе, помнишь, что была в мемном канале, в Данкист мемах, картинка о том, как спросили в 50-х годах людей, типа, чего они боятся в Америке. И там один чувак сказал о том, что, типа, вы посмотрите, как экономика движется. Вы посмотрите, как куда она катится в тартарары. Вы представляете, что скоро машины будут стоить дороже, чем $5000? И ты такой, охренеть. Что? И ты такой сидишь и понимаешь, что типа самая дешманская там типа тачка в США сейчас стоит, ну там $15000, это прям это самая дешманская тачка. Самый нижний потолок. А давайте начнем еще, прежде чем мы начнем Sony облизывать, скажем, в чем Sony соснула, потому что прямо сейчас, пока мы пишем, новости продолжают поступать. Forbidden West, значит, Horizon 2, Miles Morales и Sackboy Big Adventure выйдут на PS4 официально. Ну, никто ничего не соснул уже, как бы я мы же все это знали. PlayStation 5 теряет эксклюзивы с каждой минуты просто. Причем, более того, абсолютно все игры на PlayStation 5 от самой Sony теперь дороже на $10. То есть они за все свои эксклюзивы требуют теперь $70, а не $60. Спрашивают логичный вопрос, а как вот $400 превратились в 38 тысяч рублей? Как? Очень просто. Дело в том, что... К сожалению, доллары, они только в США, а в Европе, а Россия — это Европа, в евро. И надо считать $400 и $500, а не $400 и $500, к сожалению. То же самое с Xbox, тоже. $500, вы готов, выкладывай, вот, на, бумажкой одной можешь отдать. Если у тебя есть, конечно же. Слушайте, я просто вам хотел аккуратно напомнить, что ценообразование в России обычно строится всегда следующим образом. Берется цена в долларах, ставится ровно, цифра остается, доллар убираешь, подставляешь евро, то есть $400 превращается в $400. Обычно туда накидывался НДС, плюс-минус, как бы, то есть сейчас это 20%, то есть $480. И получается 43 тысячи рублей. Поэтому то, что вам, холопам, скинули пятерку, где-то даже шестерку, это вам, ну, вам нужно реально спасибо сказать, пацаны, потому что вам реально цену сделали... Плюс-минус примерно $400 по текущему курсу, потому что $400 по текущему курсу это 36, ну, 35-700. Мне интересует вопрос вот такой, знаешь, немного бытовой, скажем так. Стоит ли брать ее на старте или подождать, когда евро понизится? Ну что, лох, что ли, на старте покупать? Потом консоль дешевле станет. Кстати, слушайте, я напоминаю вам, что PlayStation 4, когда выпускался в 2013 году, в ноябре, и все такие, потом куплю за 15. Я помню, как вы купил за 18, и все такие, куплю за 15. И потом вот 2014 год в два раза валюта наебнулась, и типа PlayStation стала стоить 25 тысяч рублей, и все такие, блядь. Ну то есть представляешь, до чего мы скатились? Цены, обсуждаем цены PlayStation, цены Xbox. И у нас не возникает вопроса, что взять. У нас возникает вопрос, что дешевле. Ну, то есть, серьезно. И я думаю, что точно такой же вопрос возникнет у людей, которые вот придут в магазин и смотрят. Ага, Xbox 45 тысяч, PlayStation 46 тысяч, Xbox Series S 27. Так, давай-ка мне ее сюда. И это на самом деле нормальное явление. Мне кажется, в этом плане в ценовую войну Microsoft выиграла. Потому что Series S стоит дешево. Ну, дешево, но стоит $300. Ну, ты понимаешь, что типа выиграет тот, у кого много друзей, и кто, соответственно, будет ну, переходить с консоли на консоль. И тут же очень важно, что, напоминаю тебе, в отличие от прошлого поколения,
PlayStation сохраняет и Xbox полностью всю свою экосистему. То есть, грубо говоря, все, что ты накупил на PlayStation 4, переходит за тобой огромным багажом на PlayStation 5. И все твои дружбаны, которые играли с тобой на PlayStation, в FIFA, в Call of Duty, в Fortnite и в прочее, вот это все говно, короче, они же все дальше с тобой будут играть. И не, они никто в основном не пойдут, они такие не упрут руки в боки. В пизду пойду поменяю, короче, все. Но Xbox, короче, почему? Да потому, понимаешь, как бы, ну, в основном-то люди не будут этого делать. Люди на полном серьезе будут переходить людей... с экосистемы на экосистему. Я говорю скорее про тех людей, которые выбирают себе консоль. Ну, то есть, условно, ты играл на ПК, пиздил игры с торрентов, ты такой, блин, куплю-ка я себе какую-нибудь консольку, пойду в магазин, в МВидео пойду, да, и такой, хоп, 27 тысяч рублей, Xbox Series S, неплохо, неплохо. Слушай, ну, я тебе могу сказать, что это совершенно рабочий вариант, который был, например, у меня в 2008 году, помнишь, я тебе рассказывал, что как бы ты сидишь на стареньком ПК. Представь себе, что у тебя ПК сейчас 2010 года. Ты, ну, почти не играешь, как бы, да, ну, или играешь всякое старье, типа там, героев каких-то. Да, пятых, или у тебя там. MacBook на Core i9... Или у тебя MacBook на Core i9 камера, да. И ты такой сидишь и думаешь, блин, ну мне типа что-то же как бы нужно вот... Не винду же ставить образом. На внешний жесткий диск, да. Ну, короче, мне нужно вот поиграть. Как бы ты сидишь и думаешь, так, окей, хочу проапгрейдить ПК. И ты сидишь такой с компом 2010 года и понимаешь, что тебе все нужно покупать с нуля, и твой нормальный, адекватный next-gen комп, чтобы хотя бы потянуть все там в 1440p, там, 60 FPS, короче, в хороших, на максималках современные игры, ну, 1080 у тебя сейчас получится, короче. Ну, тебе надо менять его, по сути, целиком, если так подумать. Да. И ты понимаешь, что у тебя реально 80 кэсов, у тебя вот будет комп, вынь да положь, короче, да. И ты сидишь такой, охуеть. А ты студент. Ну, как бы у тебя там... Или у тебя зарплата 30-ка, короче. Ты просто охуеваешь такой, бля, в пизду. И идешь в магаз и покупаешь себе натуральный Xbox Series S, который стоит 27 тысяч в три раза практически дешевле вот этого самого нового компа. Подсоединяешь его к своему старому 1080p монитору или к телевизору Xiaomi за 10 тысяч рублей, там, условно, и играешь. Да, да, это правда. И все. Ну... Я могу сказать так, я посмотрел презентацию PlayStation, я посмотрел презентацию Xbox, я не впечатлен ни тем, ни другим, то есть мне кажется, что в этот раз я останусь на ПК-шеньке какое-то время, знаешь, mm-hmm. вот по крайней мере, пока не устаканится либо цена, либо какие-то игры выйдут, которые меня прям сильно заинтересуют. Я вполне возможно не буду в этом году вообще покупать консоль, ни одну, ни другую. Куплю ее в следующем году. Потому что... Димка мне... купит PS5 на старте. Просто трэдмарк мои слова. Что ж ты, блядь, начал-то опять, а? Я уверен. Я уверен, что так. Всю абсолютно прям 19 ноября Дима будет выложенную, блядь, логическую цепочку ты взял и просто нахуй разрушил. Что за это мразь примерно такая? Так будет работать, Дима. Кстати, 19 ноября Дима такой стоит там в очереди с номерочком, с предзаказом такой уже такой прям стоит. И такой, знаете, стоит такой человек и говорит, типа, не буду покупать OLED, очень дорого. Да, купил себе C9. Ну и так далее. Короче, давайте... Чтобы кимном смонтремть. Да-да-да. Короче, пацаны, давайте по порядку. В общем, мы начнем все-таки с Саней, потому что, так скажем, ну, нам чуть-чуть поважнее. Мы же не сунебойский подкаст, как вы помните. Да. Вот. Что показали на презентации Sony? Давайте такой плюс-минус по порядку мы пройдемся. Во-первых, как и были многие слухи, то есть, ну, инсайдеры некоторые говорили, как мы помнили, все инсайдеры, что у нас? Заебали. Вот. Они, короче, скорее обосрались. На самом деле, вот, давай сразу скажем, мне очень нравится, в кавычках, как в этом году миллиард раз обсуждалось то, что выйдет новый Silent Hill. Его покажут точно в июне. Ну ладно, хорошо, в июне показали, давай в июле покажут, точно. О, презентация Sony, там точно будет новый Silent Hill. Блин, Microsoft что-то готовит, там точно будет Silent Hill. О, наверное, они с лета на сентябрь перенесли. В сентябре будет точно новый... В общем, новый Silent Hill, он где-то там. Все еще продолжает, знаешь, типа... Возможно, он просто заблудился в тумане, я бы так это назвал, знаешь, потому что это странная херня. Давайте начнем с того, что все-таки несколько инсайдеров не ошиблись и действительно сказали. Надо, кстати, почитать, кто именно. И вот этим людям доверять, как бы, да, тем, кто сказал. Потому что показали Final Fantasy 16. Вот.
Я могу сказать так, что, знаете, с одной стороны, мы немножко так порадовались, что впервые Final Fantasy за очень долгое время возвращается к своим корням и опять идет в средневековую такую фэнтези-историю. Со времен Final Fantasy 9, напомню вам, ну и частично Final Fantasy 14 онлайн, она тоже такая полусредневековая. Вот. Соответственно, Final Fantasy 16 выглядит как ебаный рескин Final Fantasy 15. Я прям вот вам говорю. Только в средневековье. Она реально выглядит как рескин. Четыре персонажа, все четыре мужика, один сладенький мужик, один томный мужик, один очень сильный мужик, один ребенок, короче. И плюс при этом опять королевских кровей там все. Вот. И опять главный персонаж хуярит мечом, типа такой, как Devil May Cry практически. Телепортируется с мечом с идентичной анимацией, как Final Fantasy 15. Точно такие же бои в полуоткрытом мире. Пиздится, типа, соответственно, с крупными персонажами. И, опять же, огромные вот эти там Guardian Force, саммоны, которые там куда-то прилетают, тусят. И опять весь мир обречен. Опять надо его спасать. Короче, это реально, ну, выглядит как рескин Final Fantasy 15. Причем, если честно, по арт-дирекшену местами выглядит настолько вторично, что, если честно, я прям расстроился. Я прям думал, почему, что... Почему тебя это, ну, смутило? Ну, то есть, понимаешь, вот это странная история по поводу новых игр. Ни одной показанной игры, кроме, может быть, на Xbox был этот... как он назывался, господи? Medium. Ни одна показанная игра не выглядит настолько прям нексгеново, что ты прям просто отвал башки и пачка у тебя роняешь, понимаешь? Потому что эти все игры, они делаются на стыке поколений. И для того, чтобы сделать какую-то игру, именно полноценную игру, тебе надо, ну, какое-то большое количество времени. Судя по всему, те игры, которые сейчас делают, вот под нексген конкретно, их только в этом году начали делать, ну, либо в прошлом. То есть плюс-минус там год-полтора. То есть они где-то в середине разработки, я бы так это назвал. 2021-2022 год. А те игры, которые сейчас вот выходят на старте, да, это игры кроссгеновые. То есть плюс-минус. На середине, они официально таких, кроссгеновые. То есть надо таких учитывать, игр что Horizon... было всегда много. Ну, то есть они всегда. Просто Horizon Forbidden West выходит на PS4. Это официальная информация. И Майлз Моралес тоже выходит, да. Да, Майлз Моралес выходит, как бы. Господи, игры. Три эксклюзивы с каждой мид, ты просто исходящий. Короче, пацаны, в общем, Final Fantasy 16, кроме всего прочего, выходит еще и на ПК. И опять же, у нее будет эксклюзивность. Пока, правда, неизвестно, временная или полная, на консоли PlayStation, на консолях PlayStation. Вот. И, соответственно, это та же самая история, как Final Fantasy VII Remake. Вот. Напомню, что он тоже на год стал эксклюзивом PlayStation. Прикол в том, что после Final Fantasy VII Remake я ожидал, что, типа, ну, как-то, знаете, Square взяла свою жопу в руки, как бы, и как-то более-менее, ну, собралась с духом и начала делать что-то нормальное, да. И, если честно, я ожидал, что на фоне вот FF7R, ну, как-то Final Fantasy XVI будет, типа, получше, чем Final Fantasy XV, который, я напомню вам, что ранее Call доделывали кое-как в попыхах последнюю часть, потому что она была просто ебаным кластерфаком. И, ну, блин, ну, выглядит настолько вторично и плохо, что, как бы, я прям расстроился. Вот, что Final Fantasy XVI выглядит говном. Но вам-то есть что сказать? Но смотрите, на самом деле, как сказать, здесь поколение начинается впервые в истории консольных поколений не с чистого старта. То есть мы привыкли к тому, что когда мы покупаем новую консоль, это полная перезагрузка. И раньше все-таки ты просто шел, менял свою платформу, и никаких проблем не было. Ты покупал PS3, покупал Xbox, сбывал там все диски пачкой вместе с этой консолью и входил в новое поколение. Вот, это был ли Xbox, была ли PlayStation, тебя особо это не волновало. И ты всегда такой, да, не, я перескочу. Сейчас такого нет, потому что когда у тебя свыше 100 игр на аккаунте, купленных за деньги, когда у тебя вся цифровая экосистема сведена на условный PSN, ты уже просто так на Xbox не перескочишь. У тебя основной платформой... Это та же проблема, которую мы обсуждали, когда мы обсуждали Apple. Вот, блядь, да. перелезть сейчас с Apple на Android для меня будет, ну, просто пиздец. Это через себя, через колено ломать. Или наоборот, с Android на Apple тебе надо менять абсолютно все привычки. Тебе надо менять все свои приложения и все прочее. Ну, потому что не все приложения, Тимур, есть, к сожалению. Почти все приложения есть, во-первых...
работают в облаке и кроссплатформы. В любом случае, есть приложения, которые только на конкретную платформу. Да, может быть, они разные, они выполняют одну и ту же функцию, но выглядят они для тебя по-разному, понимаешь? То есть, условно, ты пользуешься на... я там не знаю, на... Хорошо, ладно, плохой был пример, окей. Я почему-то подумал про Яндекс.Еду, потом вспомнил, что она везде. Это просто к тому, что на самом деле как раз с мобильными платформами в этом плане довольно легко, потому что все в облаках и почти все кроссплатформенное. Поэтому переход с Apple на Android сейчас не такой сложный на самом-то деле, мог бы быть. История вся в том, что Sony, в общем-то, сейчас играет тоже в эту экосистемную карту, потому что вот этот неожиданный анонс Horizon, неожиданный анонс Morales на PS4, который, наверное, никто не ждал, мне кажется, это в том числе... Они посмотрели на количество людей, которые могут купить PS5, на количество людей, которые могут себе позволить в ковид поменять резко систему. И типа, окей, купите игры, а потом проапгрейдите их на PS5. Вот. И вот эта экосистемная история, она будет развиваться, потому что смотри, один из самых мощных анонсов, например, на конференции, это вообще не игры, это сервис PlayStation Plus Collection. Что это такое? Который подразумевает, что когда ты покупаешь консоль, у тебя сразу будет уже, по-моему, 10, что ли, игр AAA в твоей библиотеке при оплате сервиса PS Plus. Давайте мы просто аккуратно скажем, как бы, чтобы вы понимали, а то как бы Дима что-то как-то такое, не понимаю, как это будет работать. Пацаны, PlayStation Plus Collection — это Game Pass. Да? Это PlayStation Game Pass. Можно? И вот есть Xbox Game Pass, есть PlayStation Game Pass. Можно уточню? Во-первых, в отличие от Game Pass'а, в нем не такое большое количество игр. Да. В нем сейчас что-то около 10 штук. Ну, то есть плюс-минус. Game Pass тоже запускался с не очень большим количеством игр. Я понимаю. Я просто к тому, что туда запихнули те игры, которые, если у тебя есть PS4, скорее всего, они у тебя есть. И вот этот Game Pass Collection... PlayStation Collection... она скорее рассчитана на тех игр, на тех игроков, у которых не было PlayStation 4. Либо они не покупали для нее особо игр, понимаешь? Ну, там есть некоторые игры, которые, как бы, например... И ты покупаешь PlayStation 5, и у тебя, по сути, next-геновых игр, вот которые вот только-только прям вот выйдут, next-геновые, да? Это у тебя Miles Morales Spider-Man и Demon's Souls. Две игры, понимаешь? Две. Остальные тебе придется подождать. И вот пока ты ждешь... тебе дают возможность поиграть в старые игры, которые пиздатые, которые, блядь, God of War охуительная игра. Вот. Days Gone, всякие там Infamous Second Son. Понимаешь? Если ты, да. Если у тебя была PlayStation 4, то для тебя эта подписка не значит вообще... Кто сказал, что это для людей, у которых была PlayStation 4? Это как раз предложение для людей, которые хотят, допустим, уйти с экосистемы Xbox, и они приходят на PlayStation 5, и у них сразу есть игры. То есть это сразу, это мгновенная цифровая библиотека из, в общем-то, не самых поганых игр. Я бы даже сюда мультиплеерные шутаны запихнули в Battlefield 1. Ну, как бы да, и на самом деле предложение интересное, и понятно, что Sony сейчас будет потихонечку вообще менять свою бизнес-модель, потому что сейчас вообще, ну, знаете, идет с этой всей цифрой такой момент, что да, мы охуели, потому что следом за анонсом цены, которая выгодная у Digital Edition, в Европе на 20 евро у соневских игр повысится цена, а в США на $10. То есть 80 евро теперь будут игры стоить у нас. Почему 80 евро? Я вот нашел сейчас статью на Game Industry, которая говорит о том, какие игры будут на старте. Я напоминаю, что консолька, именно PlayStation 5, нас интересует в основном, она 12 ноября запускается в США и, по-моему, в 19-го Японии, во всем остальном мире. В Японии, в Канаде, в Мексике, в Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Вот она 12 ноября выходит. А во всех остальных странах, включая нашу, она запускается 19 ноября, спустя неделю. Соответственно, на старте будут следующие игры. Во-первых, Demon's Souls, Spider-Man Miles Morales, Destruction All-Stars,
Что такое Destruction All Stars? Кстати, это с машинками, где ездят на машинках, типа а-ля Rocket League, только еще стрелять можно, там прыгать. Ну, такое полуспортивное, такое цветастое, красивенькое. Sackboy A Big Adventure — это платформер про этого, про Sackboy из... Кстати, можно я вставлю ремарку про Demon's Souls? Если вы раскатали губу, что игру выпустят на ПК, это была ошибка, видео удалили. Там был титр, что типа игра выйдет, в том числе на ПК и других консолях. Это явная ошибка. Видео распубликовали на Ютубе. То есть его сняли с публикации. Соответственно, Sackboy Big Adventure, Astro Playroom — это та игра, которая будет вообще встроена в PlayStation 5. Это та игра, которая поможет вам понять, в чем прикол нового геймпада, нового контроллера, новой играться на контроллере. То есть это как вот игры, которые будут на старте. Плюс... Где-то примерно в ноябре, примерно в том же времени выходит Call of Duty Black Ops Cold War. И вроде как все. То есть вот. А все остальное, все остальные игры, это игры с PlayStation 4. Либо дополненные до PlayStation 5, либо недополненные. То есть смотря какие ты хочешь. Либо играть. Которые дополнены в 2021. И вот представь себе, и нам надо смотреть, ребят, что мы еще тоже не сказали, а это очень важно, что на этой презентации, да, показали игры, да, назвали цену, да, после ивента была информация о том и том, но нам не показали две очень важных вещи. Ну, во-первых, не показали прошивку, как вообще будет выглядеть операционная система PS5. Вот, и это интересно, то есть нам надо вообще как бы чего-то там дождаться. И второй момент, нам ничего не сказали про обратку внятного опять. То есть надо четко получить информацию об обратной совместимости, потому что надо понять... Обратку уже миллион раз об этом сказали. Нет, понятно, что будет нативно идти с настройками PlayStation 4, но хотелось бы узнать ведь про две вещи. Про буст-мод условный. Если он есть. Да, если он есть. Да, загрузки уже есть. Говорили же, что в 4 раза будет быстрее загрузка. И про патчи нам уже сказали, но хотелось бы просто больше конкретики, чтобы понять апгрейд-пав от PS4 игры до PS5 игры. То есть можно ли докупить патч, или он у тебя будет автоматом применяться, или это все будет индивидуально. То есть в этом плане, Дим, мне кажется, что да. Sony еще есть что сказать. Список, который ты прочитал, не полный, потому что там, например, нету. Там несколько игр, мы сейчас про них скажем, как бы. Но суть в том, что он не полный у тебя список. Ну хорошо. Реально. Ладно, короче, окей. Давайте потихонечку поговорим про все остальное, потому что мы прям, знаете, опять в разнобой вас понесло, а я хотел как небольшую структуру соблюсти. Давай, соблюдай. Значит, игру, которую показали, которую, напомню вам, давно еще слили, и которая как раз опровергает Димин тезис о том, что ее начали делать последний год. Вот эту игру начали делать довольно давно, ее начали делать где-то году в 2015-16, а ее должны были выпустить для PlayStation 4, но в итоге кучу раз переносили, ее никогда нигде официально не анонсировали, про нее были только сливы. Это игра во вселенной Гарри Поттера, которая Hogwarts Legacy называется. Ее делает Avalanche Studios. Это синглплеерная RPG, в которой вы играете с созданным персонажем, студентом Хогвартса в конце 19 века. 1800 какой-то там год. Там типа late 1800. Вот. Я, кстати, короче, в чем прикол, что это канале... опять же игра, она опровергает твой тезис, потому что эту игру начали делать давно, а потом перенесли на Next Gen. Понимаешь? То есть, соответственно, как раз-таки таких игр вполне возможно, что их будет много, которые тоже начали делать, условно, там, типа, 5 лет назад, но в итоге перенесли на Next Gen, потому что, ну, не удалось сначала, типа, сделать, а потом такие, хуй с вами, давайте сделаем на Next Gen. Кстати, я короче, вот мне очень понравилось. Наш пост от 9 июня, то есть этого года, в котором мы как раз разбираем слух по новому Гарри Поттеру. Я зачитаю? Ты не против? Давай. Игра будет называться не Гарри Поттер что-то там, а Hogwarts Dark Legacy. Мы знаем, что она будет называться Hogwarts Legacy просто. Без слова Dark. Dark убрали. Играть мы будем за студента 5-го курса Хогвартса, который якобы заканчивает магическую школу и становится Аврором, то есть мракоборцем, чародеем-детективом, если хочется. Будет значение, какие выборы вы сделаете при создании персонажа. У каждого факультета своя квестовая линейка, свои персонажи, которые будут важны для сюжета. И персонажи могут умирать, даже очень важные персонажи. То есть такая идея. Игра будет якобы происходить в будущем, после того, как даже дети Гарри Поттера закончили Хогвартс. Хотя мы знаем по ролику, что это, в общем-то, 1800 год. И вот эта хуйня в слухе неправда. В игре несколько главных антагонистов, один из них бывший пожиратель смерти. Игра рассчитана на несколько концовок и на разных персонажей, так что завязки на сиквеле при успехе игры гарантированы.
Боевая система рассчитана на тайминг, на тактику. Есть система дуэли для сражений между волшебниками. В игре будет переосмыслена система врагов, похожая на Немезис из серии Shadow of Mordor. Куча эксплоринга, 4 больших хаба. Автор знает про Хогвартс, про Хогсмид, про Министерство магии. Про 4-й хаб он не в курсе. Якобы придется побывать еще и в Лондоне. Сама игра мрачная, не рассчитана на маленьких людей, скорее на фанатов книг. Такая вот история. Это ну, то, что было в июне. Так угадали только с названием, мне кажется. Не, угадали вообще почти совсем, кроме того, что кроме это не будущее, а прошлое. Да. Потому что Лондон, кстати, тоже показали в ролике. Вот. Я могу сказать, что... Каким будет, каким будет, как в Assassin's Creed, то есть тебе и будущее, и прошлое пошел ты. Слушай, я могу сказать так, что вообще это, учитывая, что я не особо фанат Гарри Поттеров, хотя к фильмам я отношусь довольно хорошо, мне игра внезапно понравилась, потому что она как-то выглядит, знаете, целостно, интересно, и в нее прям, ну, в нее хочется поиграть. Вот. Это для меня очень неожиданно, потому что, например, Final Fantasy 16, я думал, что, о, круто, сейчас что-нибудь клевое покажет, и я разочаровался, и Хогвартс, который я особо-то и не ждал, в итоге мне внезапно очень заинтересовал. Да, кстати, очень интересно, что вот по самой конференции можно сказать, что Sony в этом поколении, заметьте, очень хорошо держит информацию, конкретно сама Sony. То есть конкретно у самой Sony про PlayStation 5 серьезно ничего так не утекло. То есть два самых детально утекших анонса на конференциях Sony, хотя никто не знал, что они там будут анонсированы, это Гарри Поттер и Resident Evil 8, это игры партнеров, это не игры самой Sony. Нет, и в этом плане все-таки какую-то интригу им удалось сохранить в своем ивенте. Помимо Хогвартса показали Demon's Souls, и мы с Димкой в полном восторге, потому что мы очень хорошо помним, как игра выглядела на PS3. Хуйня ты, конечно, я скачал к Demon's Souls, пришлось крутить сейчас просто. Далековато пришлось крутить. Видео она available, понял? Вот, ну да, потому что, объясняю, потому что Sony с Demon's Souls, который, кстати, подтвержден уже как launch title, немножко объебалась, повесила видос, и там в конце было типа, также доступно на ПК, на других консолях, выйдет попозже. И все такие, каких других консолях? На каком ПК? Видимо, они просто вот копипастили этот дисклеймер и объебались. Есть подозрение, что Demon's Souls выйдет на PlayStation 4. Просто в нем будет порезан графон, порезано количество частиц и все остальное и прочее. Ну, то есть, как бы, чтобы игра могла выйти на предыдущем поколении. Есть такой вариант? То есть, если честно, Demon's Souls выглядит как одна из немногих игр, которые вот показали за последнее время, а там показали прям геймплей, который выглядит по-настоящему next-gen'ово. За счет чего? За счет чего? За счет освещения? За счет количества частиц? Модельки. И за счет количества... Дальность прорисовки. На самом деле, дальность прорисовки больше всего бросается. Блядь, там ничего такого нет. Ты просто берешь, режешь всю эту историю, и у тебя модельки. Будет игра идти условно не на ультре, а там на лоу. Условно. И все. В чем разница? Слушай, ну у тебя там реально графон уровня там какого-нибудь The Last of Us 2, только это все в Souls игра такая. И выглядит красиво, круто. Ну, слушайте, куча мелочей. Как правильно сказал Дима, первые полтора года мы будем играть в кроссген. Да, это нормально. И не потому, что разработчики делают кроссген намеренно, а потому что просто очень многие техники, которые применяются в чистом некстгене, они изобретаются на лету. Я вот сейчас, перед тем, как мы сели транслировать, читал разборы слайдов Сиграфа. На Сиграфе есть панель отдельная, что типа advancements in real-time graphics, типа, как сказать, новые открытия в графике в реальном времени. Так. Там разные игровые студии рассказывают, какие техники они делают для того, чтобы там игра выглядела пиздато. И я там смотрел Activision, который рассказывал про освещение Modern Warfare, смотрел, значит, как Naughty Dog, там про technical art рассказывали. Очень многие техники, которые они используют, они в головах самих разработчиков только в 16-17 году зародились. То есть, например, что, типа, если мы можем использовать накопление света с помощью вот такой техники на ГПУ, а не делать статичный свет, может, мы сможем реализовать глобальное освещение, и у нас будет 60 FPS, подумали авторы колды в 2016 году, когда начинали эту работу. Они это не начали. Я напомню вам, что техника, так называемая deferred rendering, так называемая, типа, распределенные вычисления рендеринга, зародилась в свое время случайно на Xbox 360 в игре под названием Shrek 3. Да!
Да, а сейчас серьезно? Эта техника используется везде. Вообще весь рендеринг практически во всех движках использует deferred рендеринг. Понимаете? Я просто, понимаешь, на старте PlayStation 4 была такая замечательная игра, как Knack, которая показывала, как охуенно консоль работает с системой частиц. Ты что, ну там не только частица. Там вообще на самом деле шейдеры всяких отражений. Материалы, PBR. Материалов и PBR был очень круто сделан. Там реально кристаллы. Лед выглядел как лед, металл как металл, а дерево как дерево, понимаешь? Выглядел как круто. Говно ебучее, да, это правда. Короче, вообще, Demon's Souls выглядит действительно очень красиво. Я не очень себе представляю. Я не очень себе представляю, как его там порежут для того, чтобы он выглядел на PS4 нормально, но он на PS5... Он не выйдет на PS4, он на PS5 вот только выходит. Я не уверен тоже, что он выйдет как бы на PS4, но если выйдет, то я себе не очень представляю, как его порежут. Но помните в свое время, когда выходил Dragon Age Inquisition, у него было две версии. Одна выходила на Next Gen, а другая выходила на Xbox 360 и PS3. Бля, точно, вот, Dragon Age Inquisition это, уже выходил на PS3. Это были Какой? Две разные игры, потому что... Там было, типа, постоянные бесконечные загрузки везде. А во-вторых, там, ну, реально, знаете, камень, у которого, типа, там, 30 тысяч полигонов, на Xbox 360 выглядел 3 тысячи полигонов и огромная мыльная текстура такая, размазанная. Вот. И это выглядело, ну, прям плохо. Очень плохо выглядело. Я очень надеюсь, что сейчас, конечно, такого не будет. Так, можно я тебя перебью на секундочку? Оппозиционер занес нам 100 рублей. Митя идет на митинг, а Петя на питинг. Спасибо тебе, братан. Z занес нам 88 рублей. Замбак. Спасибо. Добро занес 101 рубль. Я опоздал на трансляцию, или вы забыли представиться? Нет, мы представились, ты просто подопоздал. Опоздал. Да. Кир занес 100 рублей. Радостная новость с утра. Попал впервые за долгое время на прямую трансляцию. Всем жителям Дальнего Востока привет. Владивосток на месте. Хорошего стрима. Спасибо тебе, братан. Кирилл занес 200 рублей. Кратко по фактике Sony. Дай бог предзаказать. Xbox. Говно. Из всего того, что показала Apple, только кожаный ремешок норм. Илья, сука, иди в персону. Сашка Литашка занес на 200 рублей. Кудри Прага, жди. Скоро будем. Ей. Макс занес 100 рублей. Короче, трейлер Паука трахнул коробку. Колда залила всю семенем. Тизер God of War 2 сказал, что коробка говна, моча собачья. По скриптам Xbox вам нахуй не нужен. Да. Фильм Спэмсер занес нам 100 рублей. Пас. Аутсайдер занес нам 444 рубля. Чего вы так недовольны курсом? Я вам доношу в евро. А у вас будет больше рублей. Да, если бы все нам доносили в евро, было бы классно. Ну, спасибо тебе, да. Бедный геймер за 100 рублей. Сука, я не могу. Разрываюсь между 3070 и PS5. Кстати, как думаете, 3070 не оверкил для 1080p? 360 хватит для Ultra плюс RTX? Нет, не хватит, братан. 3070 оверкил для 1080p. Так что... Не оверкил, потому что новые игры, которые будут выходить, будут требовать больше ресурсов. И через 2 года 3070 для 1080p будет в самый раз. Да, это пока 1440p карта, по факту. Гусар занес на 100 рублей. Меня расстроило, что у бокса нет мощной версии без привода. Брать я буду обе, бокс для геймпасса, и привод нахер не вперся, на PS5 пригодится. Да, учитывая цену сказать... на физические игры, пригодится, чтобы перепродавать. Мы можем перейти незаметно на Xbox, пока мы еще не все про PlayStation рассказали? Или мы сначала хотим про PlayStation рассказать? Нет, сначала мы давай по порядку. Давай по порядку. Давайте по порядку структурируем. Смотрите, показали, соответственно, геймплей, наконец-то, нормальный. Miles Morales, это, как вы помните, типа такой стендалон DLC для Паука, потому что сделан на том же движке и, по сути, продолжает сюжет, но за второстепенного персонажа. И вы знаете, ну, скорее, можно сказать так, игра, что я бы сказал. Да, игра выглядит на самом деле классно, местами даже там получше графон чуть-чуть, как бы, чем на PlayStation 4 на Spider-Man было, но что нас больше всего, конечно, удивило, это постановка в катсценах и вообще в игре, потому что там была сцена с разрушенным мостом. И после того, как эту же самую сцену, очень похожую, показали в Мстителях от Crystal Dynamics и Eidos. Ну, вы знаете, Мстители выглядели хуёво. Но тут просто паук, как говорится, знаете, по губам поводил просто. Ну, кстати, вопрос. Смотри, если пишут, что Miles Morales выходит и на PlayStation 4 тоже, не только на PS5, хотелось бы, знаешь, вот тот же самый ролик про тот же самый мост, про тот же самый геймплей на PlayStation 4. Просто чисто, чтобы сравнить, ради интереса. Мне кажется, что вся основная движуха вот именно в плане графона это отражение в RTX. Свет. Ну, свет вряд ли там сильно поменяется. Новая модель освещения по-любому. Ну, не знаю.
Тут, знаешь, на самом деле... Я просто часть... сегодня буквально закончил играть в Паука, я про это еще расскажу в впечатлениях на PS4, и освещение там в разы более плоское, в разы. Mm-hmm. Оно близко не такое динамичное. Они просто освещение от PS4 Паука ставят, и все. Ну, хорошо, вот освещение, да, и частицы, да, которых очень много стало. А все остальное, все вот эти остальные преимущества, скажем так, PlayStation, помните, у нас был Clams на MSSD, вся эта херня не будет доступна в Miles Morales. Miles Morales — это вот такой типичный кросс-ген проект, то есть который выйдет и там, и там. И фаст-тревел, который у тебя будет за одну секунду. Ну, это классно, но это, понимаешь, это не та вещь, которая продает, скажем так. Но меня лично очень сильно бесит не Spider-Man. Меня бесит то, что Horizon, который они на этой презентации не показали, будет кроссгеном. А мне кажется, что это наебалово какое-то. Что-то нет, это странно. Кажется. В смысле? Ее до этого показывали, что я это могу, чистый генпроект. Я могу сказать, что я почти уверен, что было... Это, знаешь, это чистая спекуляция с высоты моего дивана. Но уверен, что было так. Ее делали на PS4 и хотели выпустить на PS4. В определенный момент сказали: пацаны, давайте вы запилите таргет на PS5. Мы сделаем ее PS5 хедлайнером, но чуть-чуть попозже она выйдет. При этом PS4 версия уже работала. Просто объясню, откуда у меня берется эта уверенность. Помните, как PlayStation 3 заканчивал свой последний год? Да. Там вышел Beyond Two Souls, который можно к нему относиться как угодно, но он выглядел охуительно. GTA 5, там вышла шестая Гран-Туризма. Я про First Party сейчас говорю. Там вышла шестая Гран-Туризма. И там вышел Last of Us. И эти игры... И все говорили: Соня, ну вы ебланы, вы могли это превратить в лонч-тайтлы новой консоли. То есть зачем вы это выпустили на постгене, если вы могли это сделать лонч-тайтлами? И Соня, наверное, так и поступили. Они посмотрели все игры, которые у них есть в PS4 пайплайне, и которые не успевают фактически до выхода PS5. Нет, сделали их чистым кроссгеном. Мне в этом, во всей этой схеме кажется только ошибкой, когда они бравировали, били себя в грудь, что мы уйдем от постгена и будет чисто PS5 игры. Это было этой весной. Да, кстати, вот, сейчас им да? эти слова абсолютно справедливо припоминают. Но то, что игры были кроссгеновые изначально, до сомнений нет почти никаких, потому что, ну, это я очевидно. Напоминаю вам, что когда вы делаете игру для консоли, у которой инсталбаза в 1-2 миллиона штук, это значит, что вы максимум продадите 1-2 миллионов копий. Mm-hmm. А если вам все-таки нужно как бы игру немножко отбить, а как вы знаете, соневские все вот эти крупные проекты стоят дорого, вот, там типа там 30-40-50 миллионов долларов могут стоить спокойно. Тебе придется сидеть с кроссгеном, да. Тебе придется как бы сделать еще для 100 миллионов других консолей, понимаете? Но если уж ты продал 100 миллионов PlayStation 4, то делая там условного там какой-нибудь Horizon, то ты продаешь 1-2 там миллионов копий на PlayStation 5, и продаешь и еще 5, 6, 7, 8, 9, 15 на вот PlayStation 4. Короче, история вся в том, что мне кажется, что в данном случае, знаете, в середине этого поколения про эту хуйню никто не вспомнит, потому что сейчас очень активно и справедливо Sony будут полоскать за эту историю. Они сами открывали рот зачем-то весной. Но в то же время очень сложно понять, как они бы выпустили игру, которая стоит условных 100 миллионов евро, да, в продакшене, а купили бы ее на PS5. У меня просто физически нет такой инсталбазы, чтобы ее купить. Поэтому решение как раз логичное. И первые полтора года мы будем видеть кроссген, да. Да, абсолютно. Как это было и на PlayStation 4. 4, и никто не умер. И на всех остальных консолях вместе взятых. Всегда. Конечно. Да, напомню вам, что когда вышла PlayStation 3, половина игр Third Party выходила одновременно на PlayStation 2 и на PlayStation 3. FIFA выходила на PlayStation 2, по-моему, до 2010-го, что ли, года. Или что-то в этом роде. Ну, то есть, как бы, и на PlayStation 2, и с PlayStation 1 было то же самое. Как бы. То есть, тоже на PlayStation 2 многие игры, когда выходили, они одновременно выходили на PlayStation 1 в урезанном виде, часто вообще другая игра. То есть, типа, другая игра, но под той же маркой выходила. Типа, очень сильно упрощенная. Слушайте, что еще показали из того, что действительно впечатляет? Я могу сказать, что, например... Колда новая, внезапно. Я могу сказать, что когда говорили, что сейчас вот покажут Black Ops, Cold War, я такой: ну понятно, можно сходить поссать, короче. Но, вы знаете, вот начинается геймплей, и я такой: стопэ, ни хрена себе. Ну, то есть там реально прям клево.
И потом начинается, как бы там начинается прям, знаете, такая прям ёба. И я сижу и просто охреневаю от того, какая ёба происходит на экране, что, ну, далеко не каждый боевик сейчас может похвастаться какой-нибудь там супердорогущий марвеловский, как это было и с Пауком. В Пауке тоже сейчас вот, когда Майлз Моралес, там реально прям ёба происходит, как бы. И в Black Ops, в Cold War тоже лютейшая ёба. Ты просто сидишь и такой, охренеть! Ну, то есть прям да. Реально... охренеть, что происходит на экране. И ты знаешь, так, типа, мы даже еще шутили во время презентации о том, что типа что происходит, непонятно, но типа ты стреляй давай, куда ты смотришь, давай. Вот, ты воюешь не в ту сторону, обернись, Мейсон. Да. Вообще очень красиво, конечно. При этом, как правильно заметил Turbo Jedi, что в Моралезе, что в Колде, Next Gen заметен именно по освещению, потому что свет очень мягкий, и динамический. И вот нет вот этой статики в освещении, как это есть в current gen играх. Особенно заметно, знаете, когда? Когда персонажи заходят в тень. Если вы зайдете в тень в современной игре, ну, допустим, в игре от третьего лица, вы увидите, что ваш персонаж освещен как-то не очень правильно. Нет, и в показанных играх такой херни нет. То есть там уже плюс-минус реал-таймовое освещение выглядит очень здорово. Нет. Да. Ну, вот заметили, мне, короче, что... очень понравилось. Вообще вся история с Next Gen играми, она вот в 2020-м она так, знаешь, потихонечку набирает хайп, набирает. Mm-hmm. И в течение года ты свои ожидания по Next Gen, так, знаешь, потихонечку планочку снижаешь. Mm-hmm. Снижаешь. Первой ласточкой для меня был Assassin's Creed Valhalla, который Ubisoft сначала сказали... У нас будет 4К на Xbox. Будет охуительно просто. И спрашивают, а в каком FPS? Они говорят, 30. Опа, такие, опа, пацаны. Что за говно? Да. В PlayStation 5, Wi-Fi 6 и USB-C. Это и так было известно. Ну, нет, про Wi-Fi 6 не было про известно. Про Wi-Fi 6 было известно месяц назад, когда я сертифицировал. У Xbox нового, кстати, Wi-Fi 5. Но мы к этому еще это тоже все известно. Я просто зачитываю свежие новости. Но, знаете, когда мы болтаем про кроссген, у меня просто жесткое дежавю, потому что каждый некстген одно и то же, нахуй. Дед и батя сцепились по пьяни, вот серьезно. Потому что эта история, она цикличная. Она абсолютно каждый старт поколения повторяется, когда все говорят, ну это уже не Next Gen, все, старт поколения говно. Спустя 3 года выходит условный God of War, и все такие, да, Next Gen, охуеть. Вот так знаю, ты что, я склонен полагать, что это все-таки эволюционная история, то есть ты видишь игру, и ты не замечаешь перехода. Ну то есть вот для тебя, если ты следишь за играми и играешь в них во все... Все эти там 5 лет существования PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro, они 7. Для тебя вот... 7, хорошо. Они для тебя вот прошли вот, знаешь, как типа... Вроде как одинаково, да? А на самом деле нет. Если ты посмотришь игры на старте, блядь, игры в конце, такое ощущение, что это абсолютно разных платформах делается. Хотя железо-то, в общем-то, и почти не менялось. Ну, то есть, за исключением апгрейда с PlayStation 4 до PlayStation 4 Pro. Mm-hmm. Вот. И то же самое со всей остальной историей. То есть, мне кажется, что... Это эволюционный процесс, мы просто его не замечаем. Мы просто не видим глазами разницы между там хорошо сделанной игрой с постгеном освещением и реалтаймовым освещением. То есть ты смотришь на какой-нибудь Last of Us 2, где иногда сцены выглядят так круто, что ты просто не представляешь себе, что так можно было, блядь, сделать. А потом до тебя доходит, что это вот, блядь, маленький коридор, и да, освещение на полосы запечённое. Но оно выглядит охуенно, понимаешь? Ну, для то же самое нормально. Было и в прошлом поколении, потому что даже спустя год после своего релиза PS4-версия первого Last of Us выглядела охуительно. Да, вот. Да. Она сейчас охуительно не выглядит просто. Просто так, для справочки. Слушайте, помимо всего прочего, давайте пройдем. Короче, я единственное, что хотел сказать, что если вдруг вы такой, типа, не фанат колды, и вообще, типа, особо вам она не нравится, и вы не любите Black Ops, и вы решили, что не надо смотреть ролик, и вы его не смотрели, я говорю, ну, что, смотрите. Пожалуйста, пойдите, посмотрите, наберите в Гугле что-нибудь типа там Black Ops Cold War PS5, и вы, скорее всего, напоритесь именно вот этот ролик, который синглплеер из Турции с самолетом. Господи, ну это реально выглядит просто вот по-настоящему охренеть какая ёба. Вот. Просто ну, реально да. Пойдите и посмотрите. Я, кстати, насчет Call of Duty могу сказать, что это, блядь, шутер на рельсах.
Ну, это самый охуительный шутер на рельсах, чтобы поиграть. Это летний боевик, который выходит точно. Слушайте, говоря, давайте быстро пройдемся по кроссген играм. Кстати, уже Гарри Поттера подтвердили как кроссген. Давайте мы не быстренько, а нормально пройдемся. Во-первых, показали наконец-то тизер, многие все говорили, God of War 2. В самом конце такой one more thing. Да, при этом не показали вообще ничего, кроме как то, что типа скоро придет Рагнарёк. И типа brace yourselves, вот это все показали в заснеженный логотип God of War с рунами, соответственно, и все. И то, что он выйдет в 2021 году. Больше ничего не показали. Я думаю, Макс в этом плане прав, когда сказал, что игру, скорее всего, будут показывать впоследствии, потому что им же надо что-то показывать. Я практически уверен, что вот они показали 2021 год, а я практически уверен, что ее перенесут на 2022. Как это было со всеми играми. Посмотрим, что будет. 22 февраля. Магическая дата, помнишь, да? Они могут реально удвинуть это на удобный слот. Показали кучу мультиплатформы. Показали Special Edition DMC5. Вот она как раз будет на старте. Она будет на старте, да. Показали еще немножко Resident Evil 8, которая выглядит как неироничная поездка к бабушке за МКАД. Так, подожди, ты что-то как-то быстро перескочил. DMC Special, если вдруг вы... Это Devil May Cry 5. DMC 5. Это Devil May Cry 5 Special. Это, по сути, игра с дополнительными сценами, дополнительными способностями, с большим количеством врагов. Соответственно, там будет побольше сюжета. Немножко будет... Там показали реально кучу катсцен внутри трейлера, которых не было в изначальной игре. И, соответственно, ну, то есть, по сути, у вас будет на старте PlayStation 5 возможность поиграть, если вдруг вы пропустили Devil May Cry 5, как раз в него... в его расширенную версию. Вот. То же самое, знаете, как вот есть Persona там, 4 и Persona 4 Golden, и там, например, Persona 5, Persona 5 Royal, или вот этот Caitlyn, например, который тоже расширенный, где просто чуть-чуть вкинули сюжетика, вкинули немножко побольше способностей, и вот у вас, по сути, чуть-чуть дополненная игра. Ну и плюс там, соответственно, да, с графоном. Ну, не знаю, да? Мне да. Devil May Cry, я, блядь, вообще не фанат нихуя. Мне не понравился этот Devil May Cry, но я знаю кучу людей, которые с удовольствием купят пятую часть еще раз. Или тому, перепройдут. Добавили новые сцены, добавили DLC с Вергилием и так далее. Показали восьмой Резидент, он все еще выглядит интригующе. Ну, и опять же, кроссгеново по факту. То есть, да, мы знаем, что она не выйдет на PS4 и Xbox One, но она выглядит, как будто она спокойно могла там выйти, честно скажем. Показали Deathloop, которую жду я, ждем Дима, но не потому, что игра выглядит обосраться классно, а потому, что мы просто любим Аркейн и уверены, слушайте, что... Слушайте, я уже говорил на... игру. На стриме, и до этого говорил, когда игру только анонсировали, что я считаю, что такого рода игры, когда у тебя делается упор на какую-то механику и на реплеябилити, то есть реиграбельность этой самой игры на основе механики, чтобы ты, по сути, проходил примерно плюс-минус одно и то же, ну, по-разному, они, конечно, эти игры некоторым людям нравятся. Но, например, я... Как бы я не фанат, как бы. И вот, несмотря на то, что мне очень нравятся Dishonored, и мне понравилась типа затравка Prey, как бы я проходил чуть-чуть, как бы я все-таки рассчитываю пройти игру. Мне, например, когда анонсировали в свое время DLC для Prey, где ты на лунной базе как раз проходишь, повторяя один и тот же маршрут, но по-разному его проходя, меня совершенно не заинтересовало. И Deathloop тоже выглядит максимально странно и непонятно для меня, и меня вообще не заинтересовало. Ну, ты да? один такой, ну, потому что мы вдвоем с Максом очень хайвим Deathloop. Тем более, это эксклюзив конкретно PlayStation. Показали Oddworld. Мне кажется, игра выглядит не очень хорошо. Мне кажется, что было ошибкой показывать ее конкретно на этой презентации еще раз. Но Oddworld — это достаточно знаковый для очень многих типа Димы тайтл, с которым они, в общем-то, проводили кучу времени за первый PlayStation. Да, и это такой, наверное, такая дань уважения истории. Про PlayStation плюс Collection, пацаны. Мы уже, во-первых, рассказали про него. Да, мы уже говорили. Вот. Да. Смысл в том, что, опять же, как бы, если вы вдруг не поняли, потому что вот Дима тоже такой, типа, как он будет работать? Вот так вот, это геймпасс. Вы просто-напросто реально...
Ну, причем, что, знаешь, что Тимур, важно... Да. Подождите, дайте, я прям важную вещь скажу, что как и Game Pass, который в итоге пришел к тому, что, по сути, у Microsoft будет одна единая подписка, которая будет себя включать и Game Pass, и Xbox Live, по факту, который будет стоить $15 в месяц, а здесь будет то же самое, только ничего никто не говорил про повышение цены, но по факту PlayStation Plus теперь в себя будет включать тоже свой Game Pass. То есть PlayStation Plus у тебя это мультиплеер, это бесплатные игры месяца, это, соответственно, скидоны дополнительные различные, короче, это всякие халявные DLC для всяких ММО и дрочилин бесплатных, типа там сколько-то золота для танков там или какой-нибудь бесплатный набор для Fortnite. И теперь туда будут входить игры, которые на старте они пока успели договориться, собственно, со своими собственными студиями и с несколькими студиями, третьими, так скажем, лицами, типа вот Battlefield 1 туда, например, включат. Да? Посмотрим, что из этого выйдет, потому что мне кажется, что они в какой-то момент могут пойти по пути геймпасса и включить туда тонну инди-говна. Я просто вот прям не удивлюсь. Вот. Ну, посмотрим, да. Кстати, вот интересный вопрос нам задают в чате, а будет ли это на PS4? Пока вот непонятно. Нет, пока не будет. Пока везде все было написано, все везде было написано про то, что это именно для PlayStation 5. То есть, посмотрим. Так, вот так было написано, что создалось впечатление, что это только для PlayStation 5. Но если вдруг они анонсируют и для PlayStation 4 в какой-то момент, то не удивляйтесь. Ну, с другой стороны, говорю, у фанатов PlayStation 4, скорее всего, эти игры уже есть. Скорее всего. Ну, посмотрим. У меня, например, нет Persona 5. Я ее чуть не купил. Поэтому я смогу поиграть. Но, короче, давайте реитерируем в конце. В чем большое отличие между Game Pass и вот этим PlayStation Collection? В чем разница? То, что у Xbox все игры новые выходят туда. Новые, да. А у PlayStation новые игры туда не входят. Да. Понимаешь? Ну то есть, логично, я могу понять, почему, потому что он только запустился, да? Ну, то есть, вот только появился. Нет, не поэтому. Что не так? Потому что любая эксклюзивная, крутая игра от PlayStation, у нее гигантский бюджет, и она настолько популярна сама по себе, что отдавать ее бесплатно просто глупо. Ты думаешь, Gears of War не стоило, блядь, $200 миллионов? Камон. Я думаю, что Microsoft может... Понимаешь, у Microsoft вполне может себе позволить рекламировать свой новый сервис именно тем, что вкинуть в нее AAA-игру одну. Потому что еще у тебя есть не вышедший Halo Infinite, и у тебя есть куча маленьких игр, которые такие, скажем, 2А, которые вот от Microsoft выходят, типа Gears Tactics какой-нибудь там, потом там, знаешь, типа Record, вот эти Sea of Thieves и так далее. Это не... крутые, а игры уровня God of War или Uncharted. Или Last of Us 2. Или Ghost of Tsushima. Ну, это несопоставимо вообще ни разу. И у PlayStation, у которого 100 лямов консолей, может себе, пух, Last of Us 2. Ну, зачем его отдавать бесплатно, ну, там, в сервисе, если ты можешь запульнуть и получить рекордные выручки? Я скорее думаю о том, что разница между этими двумя сервисами в том, что Sony не подготовились. У них нету игр, которые они могут туда, по сути, отдать. Они могут отдать туда только старье. Они не делают игр, которые, вот, знаешь, Дим, чисто что под Game Pass делают. Ну, хорошо, задай себе вопрос. Что тебе хочется от Sony видеть больше? Игры уровня Demon's Souls Remastered без микротранзакций, без попыток тебя удерживать дополнительно, а просто законченные игры за $70? Или ты хочешь за $70 в год играть в Wasteland 3? А вы, вот, кстати, обсудили себе вопрос с играми по $70? Да, мы уже несколько раз про это сказали. Мы уже говорили в нескольких подкастах об этом, о том, что игры, которые будут стоить дороже, мы напоминаем вам, что психологический порог в $60 держится уже очень давно. При этом доллар, ну, подвержен инфляции, соответственно, $60 2010 года, допустим, или 2006 года, и $60 2020 года, это, мягко скажем, разная сумма денег. И, кроме всего прочего, стоимость производства игр существенно увеличилась. Можно я проитерирую про PlayStation и вообще вот про вот этот Next Gen? Давай. Ну, я выскажу свое мнение, я не знаю, может быть, оно у вас другое, но дайте мне высказаться, пожалуйста. Давай. Мне кажется, что PlayStation 5 — это неплохая покупка для тех людей, у которых не было PlayStation 4. То есть ты получаешь кучу эксклюзивов, причем ты их получаешь, по сути, бесплатно за подписку. Ну, то есть,
которая тебе нужна для мультиплеера, да, и для всего остального. Плюс ты получаешь пару Next-Gen игр. То есть на старте есть смысл купить PlayStation 5. С Xbox Series X, ну, не знаю, на любителя. Хотя, по сути, ну, плюс-минус одинаково, да? Но для тех владельцев PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, которые такие думают, а не сделать ли мне апгрейдик? А не пойти ли мне там поиграть в новые игры? Мне кажется, что этот год можно смело пропустить. Можно рассчитывать на то, мне что... кажется, ты не прав. Знаешь почему? Мне тоже кажется, что ты не прав. Потому что я куплю PlayStation 5 не ради ее игр. Я куплю PlayStation 5 не ради того, чтобы поиграть Demon's Souls на старте. Я ее куплю просто ради лучшего user experience. Да, но ты можешь этот user experience в следующем году получить. То есть, как бы, зачем, а если через 10 лет? Зачем, если можно сейчас его получить? Конечно, я. Зачем? Я чего, хочу... Чего ждать, если ты я хочу... хочешь. Пожалуйста, если просто хочешь проапгрейдить свою текущую консоль. Есть вариант. Я хочу бэклог нагнать с большим комфортом. Я хочу, чтобы кнопка Share работала не с задержкой в 3 секунды. Я хочу, чтобы, извини, у игры шли ровнее и быстрее с SSD, который будет уже встроен в консоль. Вот, я хочу, чтобы она не шумела, как 4 самолета. Вот. Ты знаешь, это вполне достаточно, чтобы проапгрейдиться для многих. Все равно лонч-партии первые полгода будет не достать. Мы это и так знаем. Что просто люди, которые... Я бы подождал, например, первых бандлов. Димка, что... скажи что мне, такое, скажи что мне бандл, пожалуйста... По-твоему? Что такое бандл, по-твоему? Это, по сути, скидка. Ты получаешь игру... Скажи мне, пожалуйста, консоль. Почему... Да. Ты почему не подождал AMD Ryzen 4 серии процессор? Зачем купил сейчас 3900? 3800. Да, вот в октябре. Зачем ты, новые, зачем новые ты его купил? Почему ты не подождал четвертую серию? Я покупал этот процессор не для игр. Если бы я хотел купить его для игр, я, может быть, тот процессор все не тянул, прям умирал, все. У тебя был предыдущий плохой процессор? У тебя странное рассуждение, на самом деле. Есть разные вещи. А я очень хорошие параллели провожу. Хорошо, нет, параллели очень плохие. Почему ты поменял свой MacBook? У тебя старый нормально работал? Нет, вот старый разница? У меня уже плохо... Нет, смотри, старый у меня как раз плохо работал. В чем выражалась что... плохость, по-твоему, работы? Хуёво открывался браузер? Парни, вы долго не с той стороны открывались... забыли на проблему. Экселевские документики, да? Или WordPress? Во-первых, вот, мне пацаны... не хватало... Смотри, не-не, подожди, Макс, подожди. Пацаны, это важно, можно нет, голосы тихо, замкадия? Нет, нельзя, голосы нельзя. Замкадия, на секунду. Подожди, вы я задал конкретно... Да подожди, я Диме задал конкретный вопрос. Дима на него ответил. Сейчас моя реплика, подожди-ка. Короче, не надо сбивать нас с пути. Сценарий у нас так написан, да? Давай. Нет, просто я хочу ответить Диме. Ты как бы хочешь нас прервать, как бы. Я хочу ответить и сказать о том, что смотри, Дим, я обновил свой MacBook, потому что, например, на нем не хватало пространства, на нем были вшиты внутри 256 гигабайт. Сейчас у меня 512 гигабайт, и мне как раз их хватает. Мне не хватало как раз процессора, потому что у меня 1080p ролики, когда я их монтировал в премьере, они начинали давиться. Просто, ну, как бы у тебя пример давится. И когда у тебя уже iPhone не давится 4К роликами, а MacBook давится, как бы, понимаешь, ну, ты понимаешь, что уже пиздец просто. И вот в этот момент я понял, что, типа, MacBook действительно нужно обновить. Потому что теперь я могу 4К ролики спокойно, как бы, там, ну, вообще легко, типа, монтировать. Так вот, поэтому вот скажи мне, вопрос, скажи мне, да, ты как раз по поводу Ryzen. У меня предыдущий процессор давился нашими подкастами и их обработкой. Поскольку я, конечно, могу подождать 40 минут, мне не сложно, но гораздо комфортнее ждать 4 минуты, а не 40, понимаешь? Пацаны, все так проще, вот чисто физически. Так вот мы как раз к этому к тебе и так приходим. Вот, да, говорим, отчасти. Можно? Что можно? Намного комфортнее я закончу, играть. Пожалуйста. Ну просто, давай, пацаны, хорошо. Вы постоянно меня перебиваете. Я пытаюсь до вас довести очень простую мысль. То, что апгрейд компьютера, на котором я работаю, на котором я делаю что-то, это совершенно не то, что апгрейд игровой приставки, на которой ты можешь и так играть, и сяк играть, а вся разница между ними в том, что вот там вот тенечек возле вот этого, вот возле этого пенечка тени не будет, а на новой консольке будет, а еще она будет грузиться не 50 секунд, а 15. Вся разница, понимаешь? Блядь. И вот этот апгрейд для тех игр, которые я говорю. Пацаны, он может подождать 3 месяца. Можно моя реплика? Ты повторяешь одну и ту же мысль. Проблема вся в том, что если вы живете в Российской Федерации, а, наверное, таких из наших слушателей заметная часть, так вот, вам надо побыстрее сбагрить крошку, пока она стоит хоть каких-то денег, и побыстрее купить PlayStation 5, пока она еще не стоит больших денег.
Вот и вся логика покупки консоли. Макс абсолютно прав. Из Амкадия мне так видится. Все, Макс абсолютно прав. Поэтому, Дим, на самом деле, не ждите, как говорит Дима, и продавайте свою прошку PlayStation, блять, прямо сейчас. И, как бы, если вы можете подождать, как бы, и ждите, когда выйдет PlayStation 5, и покупайте ее тут же. И сэкономленные 35 секунд между 15 и 50, вот так вот каждый раз ты играешь, это сэкономит вам нервы, сэкономит ваше вообще там well-being, как, так скажем, да, ваше настроение и прочее. Как Дима сэкономил, типа, там 30 минут на рендеринге одного выпуска подкаста, вы сэкономите тут 30 секунд, там 30 секунд, те же самые 40 минут, вы тоже там 35 минут в какой-то момент сэкономите. Вы будете себя чувствовать лучше, и у вас будет консоль, которая будет постепенно на нее выходить Next Gen. А еще вы купите, поверьте, вы не прогадаете. 40, да, вы ее купите за 46-37, а не за 67-47. Иначе, если бы вы слушали Диму, вы бы в свое время в 2013 году продолжали бы сидеть на PlayStation 3. Потому что, ну, все равно все выходит тоже. И Dragon Age Inquisition, ну и хуй с ним, что похуже выглядит. Хуй с ним, ну подумаешь, ну та же самая же игра, понимаете? Какая разница? Понимаете? А потом, ну не купил за 18 тысяч, ну куплю за 25 PlayStation 4. Понимаете, как бы, ну... Ребят, серьезно, не слушайте Диму. Идите, покупайте PlayStation 5 скорее на старте. Это не потому, что Дима плохой, а потому, что мы живем в России. Да. Короче, подытожим по поводу мероприятия. В общем, показали некоторые игры, которые действительно выглядят как Next Gen. Некоторые игры, которые не выглядят как Next Gen. Какие интересные игры, которые выглядят как Next Gen? Кроме Demon's Souls, можно? Я могу сказать, что Black Ops Cold War выглядел как Next Gen. Ремейк Demon's Souls выглядел как Next Gen. Hogwarts выглядел как Next Gen. И, в принципе, ну, в какой-то мере Miles Morales выглядел как Next Gen. Все остальное — нет. Вот, ну, не выглядел как Next Gen. Плюс при этом, по ценам, реитерируем, что в России консоль вроде как выйдет 19 ноября. Соответственно, стоить будет бездисковая версия, которая, ну, только цифра. То есть перепродавать диски у вас не получится. 38 тысяч рублей. И, соответственно, дисковая версия стоит на 9 тысяч дороже, 47 тысяч рублей. Соответственно, там вы можете перепродавать диски, который теперь будет стоить по 5500, на секундочку. Поэтому имейте в виду, что это, ну, как бы хорошая, в общем-то, штука. Mm-hmm. Короче, давайте пройдемся по Xbox, потому что, во-первых, анонсировали тоже цены, мы уже их проговорили, что Xbox Series S, младшая версия консоли, которая ориентирована на 1440p и на 1080p гейминг. Внутри нее, по сути, практически все то же самое, что и в старшем Xbox, кроме того, что в нем нету привода. И в нем видюха мощностью 4 терафлопса, которая плюс-минус как в PS4 Pro. Вот. И, соответственно, она будет стоить 27 тысяч рублей, эта консоль. У тебя здесь есть небольшое заблуждение, которое я встречаю в интернете уже довольно часто, вот с момента анонса Xbox Series S. Мы пропустили прошлую неделю, мы могли бы это на прошлой неделе обсудить так-то. Люди считают, что там, типа, а нет никакой разницы между X и S, ну, только видюха, типа, послабже. Только в разрешении будет разница. Да, вот а так, типа, говорят. Разницы нет. Но если ты посмотришь те же самые технические характеристики... Мы сейчас про это поговорим. Я хотел сначала сказать о том, что цена, общая, как бы, что, 40, да, что 46 тысяч рублей, как бы, соответственно, Xbox Series X стоит 45 590, это на 1500 рублей дешевле, чем PlayStation 5 с дисковым приводом, соответственно. И выходит консоль раньше. Она не выходит 8 или 9 ноября. Я не помню, то ли 8, то ли 9. Ну, то есть практически на 10 дней раньше, чем PlayStation 5. У них будет небольшая фора. Это была экспозиция. Вот. В общем-то, теперь мы можем вдариться как раз в техническую часть, потому что действительно в интернете все говорят, примерно как я сейчас сказал, о том, что это все будет идентично. Вообще все одинаково, только, грубо говоря, Microsoft прямо в своем видео официальном берет и говорит, это то же самое, как на ПК. Ну вот вы знаете, типа, есть там, типа, на высокие, low, типа, а настройки. А есть на ультре, да. Типа а того. Есть, типа, на ультре, как бы, да. Да. Вообще все то же самое. То есть масштабирование игры легчайше будет производиться. Ну то есть, типа, вообще это, типа, просто два профайла. Очень легко будет все это делаться, поэтому разработчикам будет заебись.
Но, в этот но же сами момент... разработчики, да, вот я хотел это сказать. Вот, Макс, расскажи как раз о том, что разработчики сказали «Стоп, Райдер, криминал скам». И было очень интересно. Прошли сутки с момента этого анонса, с момента вот этих всех бравурных фраз про 1080, но как на Xbox Series X, разработчики такие... Пардон, вы там охуели все, что ли? Это был общий рефрен, потому что они говорят, нет, конечно, конечно, вы можете верить в этот маркетинговый булшит. Причем писали это люди, чтобы вы понимали, не инди-разработчики Бакснекса. Это писали технические директора id Software, технические директора Remedy и технические директора игр, которые работают в VR, а там тоже очень своеобразное. То есть всякие говноделы. Да, да, которые ничего не понимают в видеоиграх. И они писали, вы поймите, когда у вас раздельный пул оперативной памяти, причем настолько медленный, вы искренне верите в что? Что мы не выключим какие-то эффекты? Что мы что-то не упростим? И при этом вы поймите, и там написал очень хорошо чувак, который разрабатывал Trevor Save the Universe, технический директор. Он писал, что типа, вы поймите, Sony ведь выигрывает в этой истории даже не с точки зрения того, что у нее консоль мощнее, а то, что у ее команд один адекватный таргет. И тот, и другой PlayStation, да, это идентичные железки. Стоит пояснить слова Максимки. Дело в том, что если вот смотреть на всю линейку консолей, и PlayStation, и Xbox, у тебя, по сути, есть у PlayStation один таргет. Это PlayStation 5. Да, одна с диском, другая без диска, но это одинаковые модели. Ну, то есть в них внутри все одинаковое. А у Xbox у тебя есть два таргета. Один Xbox Series X, другой Series S. И это, ну, технически это немножко разные вещи. То есть тебе придется заморочиться, чтобы твоя игра, которая делалась там под X условно, тебе надо ее заморочиться, чтобы тебе под S ее запихнуть в эти 1440p. Давайте, мы не рассказали самого главного. В чем, собственно, как раз разница между двумя консолями? Дело в том, что, во-первых, процессор у Xbox Series S, он практически такой же, как в Xbox Series X, но чуть-чуть помедленней. Буквально на чуть-чуть. Но вот это на самое на чуть-чуть придется разработчикам учитывать. Второе. У нее тоже раздельный пул памяти, как и Xbox Series X, только у того 16 гигабайт оперативной памяти, а у этого 12 или 10. Это 10, и это меньше. 10. Это меньше, есть, чем в Xbox One X. То есть у тебя меньше оперативной памяти. И она медленнее. И самое главное, что она тоже разделена на два пула, но она медленнее. Она не такая же, типа, просто меньше. Она медленней. То есть в итоге у тебя получается, что у тебя память медленней, ее меньше, и как бы все говорят, что нет, ни хрена. Это не просто разрешение будет сниженное. Это будет там порезанные эффекты, порезанные объекты, порезанное все. А это значит, что надо сидеть и менять игру. Делать таргет. А не просто у нее разрешение, типа, снизил, и заебись, все работает, короче. Нет. Это не так работает. Мне причем нравится, нам пишут, а почему это не может работать как в случае с ПК? Ну, типа, разные конфиги, ничего, живем хуево, живем, потому что масштабируемость игр на ПК очень плохая бывает очень часто. Вот. И как раз-таки очень многие фичи на ПК появляются позже консолей ровно потому, что существует 70% пользователей с 1050 Ti, 1050 и 1060, и тебе надо с ними как-то бороться. Вот. Я просто вам аккуратно напоминаю, что на ПК, когда игры запускаются, у них есть такая прослойка, которая называется DirectX. Или там, например, условно OpenGL или еще что-нибудь. И это так самая прослойка... Так на Xbox она тоже есть же. Разве? Не совсем, короче. Смысл в том, что у тебя этот самый DirectX определяет, что у тебя там за конфигурация, и под твою конфигурацию тебе, по факту, совместно с драйверами твоей видеокарты, которые, напомню вам, что драйвера видеокарты уже давно, это не просто драйвер, это, по сути, хотфиксы для практически каждой игры, которая вышла крупная. Да, да. Это, по сути, мини-патчи, которые сидят и делают инженеры AMD, инженеры NVIDIA, и там инженеры Intel даже, которые сидят и там по сути, клепают мини-патчи, чтобы конкретная игра нормально запустилась на твоей видюхе. Понимаете? И вот ПК гейминг в этом его боль как раз-таки. То есть, грубо говоря, люди сравнивают сырую мощность ПК с сырой мощностью консоли, хотя это не так. По сути, на ПК у тебя там 30, 40, 50% мощности срезается на вот эту самую... На совместимость.
но вот эту совместимость, потому что на консоли там вот этот происходит тот самый coding to the metal, когда у тебя реально все идет прямо напрямую вот в систему, и поэтому там мощность этой самой консоли, она по факту будет выше, то есть условно 6 терафлопс там и там, это разные 6 терафлопс. Это раз уж ты завел речь про терафлопсы, я могу сказать, я закончу историю с реакцией разработчиков, знаете, что подтверждает, что их слова правда? Потому что на следующий день техническому директору id Software дали по башке в беседе, и он все удалил с Твиттера вообще. Я могу сказать, что это может быть хорошим аргументом, да, как, ну вот, для того, какую консоль выбрать. Ну, блядь, братан, 300 баксов, ну, камон. Вы что, ждете от 300 баксов консоли? Пятачок. Да. Ты знаешь, это смотрелось классно неделю назад. Я тебе объясню, это смотрелось классно неделю назад. 300 баксов, это было здорово. Потому что ты мог это простить. Но PlayStation 5 Digital стоит $400. Это буквально на полторы игры дороже. И ты получаешь гигантский скачок в производительности. Два с половиной раза. И у тебя вместо херовой, убогой консоли получается абсолютно нормальная, адекватная next-gen консоль. Конкурент. Просто ты купишь не игру. Просто ты не купишь одну игру, но у тебя и так будет PlayStation. Вот смотрите, глядите, логика какая. Стой, Дим, смотри, как логика выстраивается, да? Да, у тебя не будет новой видеоигры, но ты получишь пачку игр PlayStation Plus. В любом случае. Я склонен полагать, что в этом поколении опять будет, блядь, тот же самый расклад, как в конце вот этого поколения. Статус-кво полностью сохранится. Абсолютно. То есть смотри, у нас было как? Была PlayStation 4 Pro, которая, ну, справлялась с играми, скажем так. Был Xbox One X, который справлялся с теми же самыми играми гораздо лучше. Ну, то есть плюс-минус, да? Ну, не гораздо, но лучше. Лучше. И была Xbox One S, которая, знаешь, на которой, блядь, слава богу, она хотя бы включалась, ну, условно говоря, да? То есть у Xbox One S есть проблема, связанная с тем, что многие игры шли в 720p. Вот, да, они шли с трудом. То есть она такая пыхтела, сопела и так далее. Вот мне кажется, в этом поколении, в новом, будет примерно то же самое. Будет Xbox Series X, который будет тянуть мультиплатформу явно в лучшем виде, чем PlayStation 5. Есть PlayStation 5, который такой средний сегмент, да? И Xbox Series S, который опять пук-пук-пук, пук-шмяк, типа, да, вот мы попытаемся запустить Next Gen, не факт, что получится. Но, ну, то есть, я, конечно, утрирую, но мне кажется, если у вас возникла такая мысль пойти и купить Xbox Series S, чуваки, вот лучше, блядь, доложите денег и купите Series X. Это вот мое такое мнение. Если у вас принципиально вообще мнение купить Xbox, да, а если у вас выбор консоли стоит, вот вообще платформы, то мне кажется, Digital Edition идеальный вариант в этом поколении, если вы не сильно привязаны к дискам и вторичке. Есть еще один важный момент. Я напомню вам, что у Xbox Series S будет обратная совместимость с играми от Xbox One. Но она будет улучшать загрузки, ну, потому что SSD, вот, и, соответственно, чуть-чуть фреймрейт получше будет идти, вот, потому что, ну, в общем-то, как бы у тебя там помощнее GPU, там, КПУ. Да, но все. Самая смешная хуйня — это с обратной совместимостью на Series S. С обратной совместимостью — это то, что как раз я хотел сказать, то, что Xbox Series S будет запускать все игры с Xbox One в профайле от Xbox One, обычного, не Xbox One X. И все такие, ну, билибои, у которых там прямо Master Chief на аватарке говорят, а что вы ожидали от консоли, которая рассчитана на 1440p? Я ожидал, что она будет запускать игры предыдущего поколения. 1440p, а не в 720p. А все потому что я вам напоминаю, что всякие Assassin's Creed, там, типа, четвертые, там, всякие многие, там, Battlefield'ы, блять, они в 720p шли на Xbox One, и в консоли 1440p у вас будет в 4 раза меньше разрешения. Да, побыстрее загрузочки, да, фреймрейт будет чуть постабильнее. Блять, но в 4 раза меньше разрешения, потому что мы всем понимаем, что в Microsoft не смогли просто сделать профайл, который чуть-чуть похуже, чем Xbox One X, понимаете, как бы, но лучше, чем там Xbox One S. Ты потому знаешь, что тогда вы пришлось сделать еще один профайл. Знаешь, о чем нет, я думаю? Просто, иногда, просто что... понимаете, я можно на секундочку буквально две вещи скажу и отбегу, да, что называется. Смотрите, во-первых, у Xbox Series S
есть одна большая проблема. Да, он мощнее в плане GPU, потому что... Да, не мощнее, а примерно сравним. Потому что 4 терафлопса новой архитектуры — это примерно 6 терафлопс старой. Да, он в плане процессора гораздо мощнее. Гораздо мощнее. Но при всем при этом там меньше оперативной памяти. И она медленнее. Она реально медленнее. И вот как раз проблемы с обраткой берутся именно отсюда. А второй момент, который я хотел сказать, прежде чем, что называется, вы начнете что-то обсуждать. Прикиньте родителя, который пришел несчастный в ноябре покупать Xbox. Xbox Series S будет запускать версии не от Xbox One X, а от Xbox One S. Родителю тогда, похуй. Xbox One... Нет, я просто к тому, что название... Родителю знаешь, похуй. Такой... Родителю да. похуй. Он спросит, какой говорю, Xbox самый дешевый? Ему скажут, Xbox One S. $200. Когда Xbox One, да, типа $200. У нас еще остались. Нет, подожди. Ну что значит он остались? Еще в производстве. Если у тебя он с, еще Amazon, в производстве. С Amazon их сняли. С, ты там, путаешь с Xon. Dim, One S оставили. One X убрали с производства. Xbox One S оставили. Он будет продаваться. Типа как облачная машина. Я просто... Ну, то есть, может быть, это не очень популярное мнение, но все так дрочат на эту обратную совместимость и говорят о том, что, блядь, там будет плохо так игр работать. Нет. Не, ну подожди. Ну вот нету. Игр нет! И когда речь идет про обратную совместимость, вспоминают игры с 360-го Xbox. Тебе давно хотелось поиграть в игры с 360-го Xbox? Периодически, да. Давно тебе хотелось поиграть в игры с PlayStation 3? Да, ну, сегодня в Demon's Souls. Не знаю, я могу понять, когда люди бомбят из-за обратной совместимости. Вот Series S хуёво работает с играми от Xbox One. Но это же не так. Ну, как бы она работает, как работает. Или там с играми от PlayStation 5 будет хуёво работать с играми с PlayStation 4. Это тоже не так. Я могу сказать, что на Амазоне, кстати, Xbox One S нету. Xbox One X тоже. О чем и речь? Ее, скорее всего, вообще снимут нахуй с продаж. Будет у тебя две консоли. Вот сиди, выбирай тебе, какая больше нравится. Черная побольше или белая поменьше. Все. Ну, то есть, как бы, вот эта история о том, что, типа, опять будут родители там мучиться, выбирать. Да это надуманная история, ну, камон. Обычно люди знают, что покупают. Я не думаю, что надуманная. Ты, мне кажется, немножко ошибаешься. Ну ладно, может быть. Ну, короче, я сожалею о том, что Microsoft никто не додумался сделать Xbox Series там какой-нибудь Z, ну, то есть еще какая-нибудь буква, да, в которой был бы обычный X, но при этом без привода. Ну, то есть, вот, чтобы он стоил там, типа, на $50 дешевле. Вот тебе бля, тогда бы родители, вот тогда бы родители точно охуели. Да, конечно. Могу сказать. Слушайте, я при этом могу сказать, что я посмотрел на NVIDIA, на NVIDIA Xbox One S есть Тимур, куча всяких помоги. Бандлов. Я тут, вот. Да. Есть куча бандлов, вообще как бы легко можно купить на NVIDIA, например, спокойно. Я не удивлюсь, если Xbox One X тоже можно будет купить. Xbox слушайте, One X, я думаю, в Европе еще в ближайшие 2 года можно будет найти. Смотрите, давайте посмотрим, что еще, в общем-то, показали за последнее время, какие линейки будут. Я могу сказать, что конференция Xbox One была пиздец. И ее не было. А что вам не понравилось, скажите мне? Вам что конкретно? Слушай, за последнее время ничего нормального не показывали на Xbox One, как бы, ну, вообще ничего не показывали. Единственное, что отчасти можно было бы связать с Xbox One, это конференция Ubisoft, которая была вот недавно, да, там показали игры, которые, типа, вот будут на Xbox Series X, там, Xbox Series S там идти, вот это все. Плюс несколько разработчиков за последнее время тоже показали, типа, вот, например, Dirt 5, да, как бы они взяли, показали, что, типа, эй, вот вам Dirt 5, 1440p, который идет на Xbox One, Xbox Series S. Как игра с мобилы. Я не утрирую сейчас. Ну, он выглядит не как игра с мобилы, он выглядит как дешевая, посмотри, современная current-gen игра, как бы, да. Ты посмотри, ты такой, этот ролик, он выглядит как асфальт. Я посмотрел этот ролик в 1440p. Нет, он не выглядит как асфальт, Макс. Ты утрируешь, как бы. Он выглядит как обычное current-gen-овое говно. Вот. И, ну, то есть, как бы, я бы на месте Microsoft, как бы, конечно, не стал бы вот так вот промутировать свою консоль такими играми. Но они все остальные игры, которые показывают, ты такой сидишь и такой, бля. Ну, просто, ну, бля. Ну, короче, подожди, может быть, тебе просто сами игры не нравятся? В чем хейт? Братан, давай топ-3 игры, которые показали для Xbox Series X, которые тебе зашли и тебе понравились.
Ты такие вопросы задаешь, как будто я за две недели помню, очень, что там происходило. Очень сложный вопрос. Вот, собственно, это тоже иллюстрация. Потому что давай, Final Fantasy давай. 16 ты вспомнишь. Ты Хогвартс какой-нибудь вспомнишь там, понимаешь, там, Майлз Моралес вспомнишь. Давай, топ-3 игры с Xbox Series X, которые ты прям посмотрел, такой, бля, заебись. Ну, я правда не помню, окей. Слушай, напомни, ты должен помнить, иначе говно было одно и на лопате, понимаешь? И ты нихуя не помнишь. Ну, это плохой аргумент, окей, потому что помогу, может, у меня память была плохая. Димка, но... Димка, да. Я тебе помогу. Мультиплеер Gears of War 5 в 120 FPS. Вот это... Продал? Самая непонятная мне хуйня, которую я не понимаю вообще с точки зрения маркетинга. Я понимаю, что цифры продают, да, то есть как бы ты написал 120, и все, сразу все такие, блядь, просто охуеть. У 99,9999% людей нету монитора, которого было бы больше, чем 60 Гц. Хуй с монитором, телека такого нет. То нету, да, потому что только LED больше, только LED. Это вопрос на сильное будущее, скажем так. То есть это такой, знаешь, типа, через 2 годика увидим, посмотрим. Когда я обновлю себе там все телевизоры, да, там все мониторы, и вот там классно будет. А, это первый момент. Второй момент. Я же понимаю, что вот эти 120 FPS это пиздата для тех игр, в которых ты успеваешь среагировать. То есть для мультиплеера, для каких-нибудь шутеров, ну то есть для таких игр, где эти миллисекунды важны. Ну, блядь, нахуя мне в Gears of War, блядь, 120 FPS? Я просто этого не понимаю. Перестрелять, если чувака! Если я сижу и ковыряю этого ебучего... как это называется? Бурмака. Бурмака, да. Подожди, это мультиплеер. А, мультиплеер. Ну хорошо, ладно, в мультиплеере может быть важно. В мультиплеере окей. Но просто... Чтобы чувака с шотганом перестрелять, понимаешь? Он к тебе, и ты к нему. И ты да, его перестрелял, потому что у тебя 120, а у него 30. В этом плане мне забавно, что они, что PlayStation, что Xbox, они не топят за 8К. Хотя обе консоли, по идее, поддерживают эти 8К. Чувак, 8К вообще мониторов там по пальцам 8K руки пересчитать в мире. 8К — это для вывода видео. Это для вывода да. видео. Netflix но, какой-нибудь но... или YouTube. Блять, ну что значит для вывода видео, Максим? Это значит, что консоль теоретически может вывести тебе какой-нибудь Sunny Rizagan 3 в 8К, понимаешь? Бакс Некс. Не, ну то есть как бы хуёвенькую игру, но в 8К чисто из принципа, да, может. PlayStation 5 сможет. Ну хуёвенько. Потому что это же спецификация HDMI. То есть HDMI позволяет выводить 8К, да. Да. Слушай, да они реально тебе игру какую-нибудь... то есть, условно, вот PlayStation 5 там, условно, 8 раз мощнее, чем PlayStation 4. Соответственно, ты можешь любую игру с PlayStation 4, простенькую такую, типа, индюшатину, которая шла в 1080p, там, 60 FPS, плюс-минус ты можешь ее запустить в 8К 60 FPS. Ну, какую-нибудь говняную индюшатину, там, понимаешь? Потому что, ну, вот она в 8 раз мощнее. Ну, я просто к тому, что странно, что они делают ставку на FPS, хотя, по сути, большинству консольщиков, если 60, то заебись, если больше, то уже такие, типа, а нахуя? То есть, а бы... реалистичный таргет это, на это всех же не консолях, пока, понимаешь? Пацаны, да вы заметьте, мы реально ходим по кругу, даже в этом подкасте, когда он еще немножко иначе назывался, да, Legacy проект, так скажем, по обратной совместимости. Вот мы начинали прошлое поколение... У нас был Rizagan 60 FPS, у нас был первый трейлер 4-го Uncharted 60 FPS, у нас был еще ряд игр с пастгенов 60 FPS, типа Last of Us, и мы вырулили на то, что 30 FPS стал стандартом всех графонистых консольных игр. И я вас уверяю, ничего не поменяется в этом поколении. Вообще. Ну да, вначале либо ты хочешь графон наиграть в 30-очку, да, либо ты мультиплеер в 60. Все да. на старых техниках наиграются в 60 кадров и придут к 30 FPS. Ну, или это сделают, как, например, в Demon's Souls, когда у тебя будет нативное разрешение 30, а 60 будет с анлокнутым разрешением, то есть где динамически будет оно меняться в ряде проектов. Но ключевое, что мы останемся в 30, и условный Uncharted 5 или Last of Us 3? Я думаю, нет. Что-то... Я думаю, на этом поколении будут делать упор на 60 FPS. Я прям уверен, что, скорее всего, большая часть разработчиков будет таргетить в 60 FPS. Просто будет не 4К, будут тебе делать типа 4К с динамикой будет, но я думаю, что все будут пытаться целиться в 60 FPS. Скорее всего. Угу.
кроме прямо совсем кинематографичных игр, типа там какого-нибудь Uncharted, да, там, или какого-нибудь Ордена Второго, там, да, то, чтобы прям кино такое, типа, я думаю, что только там. Короче, пацаны, в общем, на Xbox Series X никто из нас не смог назвать ни одну игру, которая, типа, прям, ну, пиздец, бегу покупать, быстрее, давайте, скорее. Ни одной игры нет такой. Я вспомнил, Hellblade, но Hellblade не давно показывали, ее показывали в начале лета. О, выйдет он году в 23-м, если вообще там кто-то существует за пределами Fable ролика. Тоже был. Нет. Не на нем, да. Бля, братан, вот в ноябре надо покупать Xbox One, Xbox Series X. Нет, смотри, давайте посмотрим, во что ты будешь играть в ноябре на Xbox по версии самой Microsoft. В Game Pass. Assassin's Creed Valhalla выйдет так везде. Так. Gears Tactics уже есть на ПК. Watch Dogs Legion выйдет везде. Yakuza Like a Dragon выйдет везде. Dirt 5. Якудза выйдет на ПК, на PlayStation ее не будет. На PlayStation она будет просто без улучшения Xbox One X версии. Не-не, подожди, Like a Dragon на PlayStation не анонсирован на данный момент. Да, там, что, год, там год эксклюзива, да, я серьезно тебе говорю, посмотри. Пацаны, там висит трейлер на канале PlayStation, Yakuza Like a Dragon. В смысле она не анонсирована? Да ты гонишь. Ну хорошо, ладно, хуй с ним. Я просто к тому, что... Я не знаю, что я хотел сказать. Блять, вот знаешь, что плохо писаться в 2 часа ночи? Ты какую-то мысль поймал? Бля, на самом деле реально Макс прав, потому что прямо сейчас можно за 5200 купить Like a Dragon в PlayStation 4 в PSN. Короче, пацаны, на самом деле, если вы считаете, что стартовая линейка PlayStation не очень, хотя там выходит Паук и Demon's Souls, у Xbox стартовой линейки просто нет, она состоит из кроссгена. Это правда, там действительно, там только Game Pass, и все. То есть ты покупаешь машинку для Game Pass? Вапклик занес нам 200 рублей с надписью «Тест». Спасибо тебе, братан. Спасибо. Слушайте, ну, короче, в общем, пацаны, поговорили потихонечку про Xbox и PlayStation, цены мы знаем, даты мы знаем. Давайте чуть-чуть затронем, у нас еще была конференция Ubisoft, на которой показали всякие игры, и Ubisoft в очередной раз наступает на грабли. Но ну, мы кстати, сейчас подожди, нам пишут игры Avowed, Forza, Scorn, Hellblade, Stalker 2. Scorn не на старте, Hellblade не на старте, Stalker 2 не на старте, Avowed не на старте, может быть только Forza. Все. Большинство нет, поэтому, у Форцы нет даже ролика, там Target Render, ее еще очень долго будут делать. Они сами про это сказали. Uh-huh. И большинство игр, которые названы, у них даже геймплея нет, это Target Render. Слушайте, давайте про Ubisoft чуть-чуть поговорим. Во-первых, ну, главная игра, которую они показали, это просто игра-ирония сама по себе. Это Phoenix Rising, Immortals Phoenix Rising. Почему вы если так помните, негативно отстроены тихо, стой, я хотел зайти с другой стороны, не с такой, которую ты мог ожидать. Дело в том, что, как вы помните, эту игру сначала анонсировали, и она называлась Gods and Monsters. И никто не понимал, в чем прикол, потому что показывали какие-то там типа непонятные видосы, непонятные какие-то картинки. Вроде как типа немножко мультяшная игра и про Древнюю Грецию, типа про мифы Древней Греции. И все такие, ну, типа, окей. Потом эту игру аккуратно деанонсировали, типа, про нее просто было ничего не слышно, ее не существовало. После чего у нее поменяли название на Immortals Phoenix Rising, и якобы все сейчас говорят, знаете, почему название это поменяли? Ну? Потому что Ubisoft не хотела судиться с компанией Monster. Это которая... Производителем энергетиков. Энергетики делают. Monster Energy. Да, да, потому что якобы... А могли понимали, бы... Поговаривают, типа, что якобы мог возникнуть конфликт, и поэтому они не стали рисковать и поменяли название. Но, чтобы вы понимали, игра с того времени очень сильно изменилась. В нее добавили героя, который выглядит как героиня, но все говорят при этом, что он, типа, идентифицирует себя как мужчина. Вот. И прибавили, соответственно, самонаводящийся стрел, прибавили крылья. И... практически вся игра по своим механикам сворована с Zelda Breath of the Wild. Вот. Причем и по механикам, только, и по дизайну. Не только с Зельды. Она, я бы сказал, что это смесь. Она очень много Зельды берет плюс из Одиссеи. Да. Да. Да, она кучу берет, да, из Одиссеи. Но я могу сказать так, что у вас мультяшные персонажи с мультяшной травкой. Они там ходят, лазят. У персонажа нету, соответственно, дельтапланчика, но есть крылья. У персонажа есть, соответственно, огненные стрелы, взрывающиеся стрелы, обычные стрелы, короче. Бля, братан, просто... Есть телекинез. Есть стамин.
стамина. Понимаешь? Есть стамина. В Одиссее не было стамина. Здесь есть стамина, и когда ты ползешь по ебаному, блядь, по ебаной скале, у тебя она тратится. Это просто один в один Зельда, блядь. У тебя есть телекинез, у тебя есть этот, у тебя, соответственно, есть стазис, стазис-лог, у тебя, блин, есть вообще, у тебя есть даже мехатроны, которые эти из, ну, такие типа меха-големы, у тебя есть циклопы, гоблины, у тебя, блин, почти все. У тебя шрайны есть, у тебя есть, блин, почти все из Зельды. Это реально юбисофтовский тейк на Зельду. Вот. Зельда для тех, у кого нет свеча. Я, кстати, Justin новости, поскольку мы пишемся, что называется, на горячую. В Walmart открыли предзаказы PS5, их разобрали за минуту. Ну, потому что тебе же сказали, что всего 60 самолетов. Все 60 самолетов такие в Walmart полетят. Ну, просто ты понимаешь... Нет, ты просто понимаешь, что какое маленькое количество стока было у Walmart. Раскупить за минуту могли 100 тысяч консолей. Ну, не факт. Ну, посмотрим. Я считаю, что Sony выставила просто 3 консоли, их продали. Говоря про Ubisoft, они... На самом деле, мы сейчас говорим про Phoenix Rising, это был позитивный анонс, все равно, несмотря на то, что мне он не очень понравился. Ну, подожди-ка, вы заценили, потому что вот Дима, например, говорил о том, что, а мне понравилось, я буду играть, а мне вот окей, короче. Вот ты все еще так считаешь? Мне не нравится цена. Ну, то есть, я, с одной стороны, понимаю, что это... За 60 баксов это не вариант. В каком-то смысле, типа, Зельда, значит, она должна стоить, как Зельда. Но просто второй раз за 60 баксов, вот, по сути, то же самое, что-то как-то не тянет. Если бы она стоила 40, я бы еще понял. Но, блядь, у меня возникает куча вопросов к Ubisoft. Действительно ли они как бы промониторили рынок, что люди готовы за такое платить денежки? Мне кажется, что если вот, например, условно в октябре, или там в ноябре, да, я не помню, когда она выходит, в ноябре у тебя стоит выбор вот, купить какую-либо игру от Ubisoft. Ну вот у тебя, да, есть выбор такой. Ты посмотришь на нее. И ты посмотришь на Вальгалу, ты скорее всего возьмешь Вальгалу. Купишь Радугу. Ну, я имею в виду из игр Ubisoft. Бля, пацаны, вообще Ubisoft и аналитика рынка — это немножко несовместимые вещи. Слушайте, да, потому что... По очень большому ряду параметров. Как нам правильно пишут, это скидочный приговор. Ну, типа, то есть, да. Смотрите, мы сейчас обсуждаем Phoenix Rising. Это все равно плюс-минус была позитивная игра, потому что я такой консенсус вывел для себя из своей ленты и западных форумов, что люди на это смотрят как на Зельду для людей, у которых нет свеча. Окей. Я, кстати, уверен, что она хорошие получит отзывы, и, наверное, метакритик у нее будет там 8 или там 9, плюс-минус. 78 у нее будет метакритик. Я не уверен насчет продаж, но я вот ее планирую взять по скидочку. Где Ubisoft объебались прям очень мощно, это то, что люди ждали от презентации больше всего. Абсолютно все ждали, что покажут нового «Принца Персии». Ну, или ремастер первого «Принца Персии». И вот мы с Димой, когда смотрели ремастер Demon's Souls, такие, да, ради такого, наверное, можно PS5 купить. Это, да, блин, это да, круто, это прям ремастер. После того, как показали ремастер «Принца Персии», который буквально делает индийское отделение Ubisoft. Испанский стыд лучше всего описывает презентацию «Принца Персии». Единственное, что тебе хотелось, это спрятаться где-нибудь, накрывшись одеялком в своих воспоминаниях о «Принце Персии», серьезно. Ты знаешь, она выглядит всрато, но если сказать, как выглядела оригинальная игра тоже выглядела всрато. Давай честно говорить. Это если что, «Принца Персии» Sands of Time, имейте в виду. Мы говорим про нее. Я почитал про нее подробности, и Ubisoft начала оправдываться, знаешь, опять включила заднюю, что типа, да, а игра так и должна выглядеть. Ну просто это как по альфа-версии, мы потом все поменяем, все. И там они выложили даже скриншот, где видно, как она отличается, вот то, что показали, да, и как она отличается типа сейчас. У меня возникает точно такой же вопрос, который у меня возник, когда показывали Halo Infinite. Нахуя показывать то, что, блядь, не готово? Ну, то есть, ладно, хорошо, вы игру не успеваете доделать. Покажите текущий, блядь, вот рендер, который у вас сейчас есть. Билд. Возьмите свежий, да. Билд, да, вот свежий. Господи, у вас есть, блядь, неделя. Возьмите из этого билда 4 минуты геймплея, запишите, выкиньте их, блядь, как трейлер. В чем проблема? Нет, мы будем показывать билд, которому полгода. Почему?
хуй его знает. Слушай, потому что мы его согласовывали 48 раз. Ну, то да, есть, со всеми 50 студиями Ubisoft. Согласись, нет, там, самая, знаешь, странная там, хуйня, блядь. Самое вот охуенное, даже, понимаешь, степень лени этого ремастера, это даже его обложка. Они опубликовали промо-рендер, который типа ремастер обложки с Sands of Time. И там, во-первых, в мече пропало отражение в Дахаке, которое как бы намекало на сиквел. Там у пальцев... ну, то есть, когда он касается стены рукой, у пальцев больше теней, чем пальцев на руке. Вот. А почему так интересно? Ну, потому что пошел ты. Значит, один ноготь смотрит неправильно, то есть палец вывернут наизнанку. Вот. И самое главное, у него в руках вместо меча скимитара, который он носил в первой игре такой, ну, типичный восточный скимитар, у него там нож для сыра. Ну, такой, это... с этим вырезом. Это... все охуительно и прекрасно. Я просто к тому, что... А смотрю... это нет, просто чтобы ты понимал, это обложка, это часть, которую вылизывают сильнее всего обычно, потому что это промо. Вы понимаете, что этот «Принц Персии» — это такая проба пера? То есть они вот берут мячик, закидывают его в аудиторию и посмотрят, а большому обратно ли тебе количеству... прилетает плевок в ебло. Большому потому что мячик был людей... из говна слеплен, да. Большому ли количеству людей еще интересен «Принц Персии»? Потому что, будем говорить откровенно, блядь, «Принц Персии» — это очень старая франшиза, она нахуй никому не нужна. И люди, скорее всего, купят «Assassin's Creed», а не «Принца Персии», если вдруг внезапно выйдет. Бля, братан. И это такой вот... закидываешь мячик в толпу и думаешь, зайдет, не зайдет. Если купят ремастер, значит, наверное, можно дать денег на то, чтобы делать условного там новую «Принц Персии» уже с нормальным сюжетом и прочей историей. Это то, о чем я только что сказал, о том, что Ubisoft и вообще типа аналитика рынка, она как бы это несовместимые вещи просто. Ну, ты понимаешь, что потому он стоил что копейки? Не-не-не, ты не понимаешь, Дим. Ты приходишь и бросаешь мячик из говна и думаешь, что он отскочит. Да, он не отскакивает, а делает плюх. Понимаешь, он просто такой плюх об стенку и еще и тебя забрызгал, понимаешь? И ты такой сидишь и оправдываешься. Пацаны, да мячик-то не из говна был на самом деле. А все, он уже размазался, понимаешь? Это вообще в говне. Поэтому, в общем, Дим... Я уверен, что доделают. У меня есть подозрение, что сделают. Я уверен, что в итоге... это очередной обсёр Юбисофта, когда Юбисофт абсолютно не понимает рынок, что-то там выпускает, что-то там, блядь, делает, а вось что-то там получится, что-то не получилось, закрываем игру, как это было с Rainbow Six Siege, который выпустили, а, говно, закрываем, подожди, да, хорошо идет, не, нахуй, закрываем, да не, нормально идет, ты чё? Я тебе говорю, вот это будет такая же... вытащили же из говна, вытащили. Выходит, подожди, выходит Евгеймо, подожди, стой, приходит Евгеймо и говорит, братаны, мы сделали охуительную игру, наша супер-диверсив, супер-инклюзив, супер-охуительные студии, которые мы собрали по всему миру, блядь, в странах третьего мира, как, где сидят буквально за еду, блядь, работают. Да, Болгария, Индия, да. Создали охуительную игру под названием Steep. Сейчас было подло, такие... на самом деле, Тимур. Сейчас было очень подло, потому что таких игр, как Steep, других нету. Ты понимаешь, она уникальна. Вопрос в том, что ты понимаешь... Вот, а знаешь, почему Ubisoft и исследование рынка, братан, ты выходишь и начинаешь там спрашивать, типа, братаны, а вам нужна вот такая игра? А такая? А давайте фокус-группу проведем. Вот. А не когда у тебя там, знаешь, три индуса, два болгарина, короче, и один киевлянин, короче, вот сидят такие... Сейчас заебашим. Все такие, что-то типа, делать, знаешь, да, что-то сделали, короче, приходит к Евгеймо, а он такой добрый и говорит, да, хорошо, а потом знаешь, же игру сделали, твой, уже нельзя сворачивать. Твой поинт неправилен, знаешь почему? Хорошо, ты рассуждаешь давай. С позиции человека, который запускает один продукт. Ну, то есть, вот ты выпустил, типа, и выстрелит или не выстрелит, от тебя это сильно зависит. А Ubisoft рассуждает не так, они рассуждают очень просто. Вот у нас есть продукт, который приносит нам деньги в любом случае. Даже если мы говно ебучее сделаем, он в любом случае деньги принесет. Это Assassin's Creed. Вот Assassin's Creed купят, блядь, даже если он говном получится, его в любом случае купят. И вот у тебя есть там, ну, предположим, там миллиард баксов, да, которых ты заработал на этом Assassin's Creed. И ты такой, а давай просто вот
индусам отдадим 10 миллионов долларов, пусть они сделают, блядь, ремастер «Принца Первого», и посмотрим, выстрелит он или нет. Если выстрелит, тогда мы дадим 100 миллионов долларов. Мы будем его делать, да? А на десятку они там что-нибудь там сляпают. Вот они что-то сляпали, и мы смотрим на этот результат, понимаешь? Ну, чувак, ты же понимаешь, что с точки зрения бизнеса это хуёвое решение. Почему? Ты потратил те деньги, которые тебе ничего не стоят. Нет, смотри, ты берешь 5 миллионов, делаешь vertical slice пиздатого нового «Принца в Персии», показываешь его фокус-группам, показываешь аккуратненько затравочку трейлер, короче, людям, все просто ебать пиздец. Ты такой, так, ну ладно, давайте, короче, хорошо, дадим еще двадцатку, короче. Тебе делают, условно, там, версию, которая там наполовину готовой игры, показываешь еще раз ее на каком-нибудь шоу, все такие просто ебать, охуеть. Понимаешь, короче, и после этого ты даешь еще тридцатку, и у тебя полноценная игра. Next Gen, охуеть, просто Prince of Persia, прям такой в лучшем стилистике а-ля Assassin's Creed, только типа как бы другая. Понимаешь, чуть более линейная. Хорошо, такая, я попробую другой заход. Вот я, знаешь, я сегодня буду защищать Ubisoft, хотя мне совершенно не хочется этого делать. Я просто попытаюсь с другой стороны зайти. Смотри, у тебя есть студии, которые тебе лепят ассеты. Ну, то есть вот они просто индусы, да? Тебе сказали, сделай 500 моделей бочек, блядь, для Assassin's Creed. Ты такие, окей, да, будем делать 500 моделей бочек, блядь. И 500 вариантов ложек, вилок и прочего говна, знаешь, где не надо там, типа, заморачиваться и прочее. И вот они годами это лепят. Годами. И вдруг внезапно глава этой студии говорит, мы хотели бы сделать свою собственную игру. Ты такой почесал такую вкус, если они сделают говно, ну и хуй бы с ними, будут дальше мне ассеты пилить. А если сделают что-то хорошее, что взлетит, почему бы и нет? Ведь это стоит 3 копейки. Да, и они делают говно, и ты берешь и говоришь, переделывайте или доделывайте. Слушайте, они идешь защитники... и не показываешь это как бы публично, понимаешь? Защитники Ubisoft, прежде чем мы обратимся к единственной приличной игре, объясните мне существование, просто существование игры Riders Republic. Это было сейчас очень-очень опасно, Максим, потому что на самом деле Riders Republic это даже не самая плохая игра, которую там показали, вот серьезно. Слушайте, вы реально просрали хороший заход, потому что, во-первых, из наших слушателей никто не знает, что такое Riders Republic, а вы уже даже поржали по этому поводу. Я думаю, в Ubisoft многие люди тоже не знают, что такое Riders Republic. И опять ты как бы, знаешь, ты просрал весь заход, потому что нужно было пойти и сказать о том, что когда конференция Ubisoft подходила к самому концу, вышел Ив Геймо и на серьезных щах абсолютно сказал, знаете, вот как сегодня Sony такая, вышел Джим Райан и говорит, мы хотим вам показать кое-что, над чем мы работаем. И там такой, знаете, аккуратненько, God of War 2. Все такие, блядь! Так. И, короче, тут выходит и в геймой говорит, мы хотим вам показать наш новый проект, над которым мы работаем, короче. И показывают вам что-то среднее между Trails Fusion, Steep и Rage 2. Это показывают вам Battle Royale, в котором вы скатываетесь с горы на велосипеде, мотоцикле или там еще на каких-то всяких поебенях. И все это типа с фиолетово-рыже-розовых цветах, короче, зеленых таких, да, типа прям вот неоновые вот эти вот все цвета, с чуваками, знаете, которые стоят такие в шлемах с противогазами, с кучей нарисованных граффити и такие «Hello, fellow kids», вот. Ну ты просто не любишь это, потому что ты не любишь спортивные игры, скажи честно. Нет, так вот, короче, они показали ебучую парашу, которую никто никогда не просил, которую никто не хотел, и на которую я не видел ни одного позитивного отзыва в интернете. А их было мало вообще отзывов, потому что эта игра максимально проходная. Я сейчас тебе прям по фактике прям поеблу тебя дам. Вот у Riders Republic обзорного трейлера 562 лайка и 77 дизлайков на Ютубе. Понял? 50 тысяч. Так, подожди-ка, а сколько? 50 тысяч. А, подожди, это русский Ubisoft, извини. Сейчас я найду американский. Мне, блядь, даже интересно стало, вот серьезно. Насколько людям не понравилось? Как ты говоришь, что не понравилось, блядь? Ну-ка. Пожалуйста, 1 миллион 140 тысяч просмотров. 6,8 тысяч лайков, 415 лайков. То есть в основном людям понравилось. Понравилось. Так, хорошо, допустим. После полтора тысячи часов в Steep. I'm not having been excited for a game in years, and this is a blessing. Вот тебе, блядь, пожалуйста.
это те люди, которых ты не воспринимаешь, потому что ты не любишь игры спортивные. Ты их мнение просто нахуй игнорируешь. Тебе не нравится FIFA, а в нее играет огромное количество людей. Я признаю, что в нее играют. А в него тоже, может быть, играют огромное количество людей. Ты просто об этом не знаешь. Ты хуизосишь игру просто потому, что тебе не нравится жанр. Я помню, как Вася рассказывал, что он не мог, как он не мог в Стипе найти ни одно лобби живое, чтобы поиграть с кем-то. Ну и что? Ну что, ты ничего не значит. Играет. Почему? Может, люди играют в одиночку? В чем проблема? Ну то есть, что ты решил, что там в мультиплеере будет народ? Ну камон. Ладно, хорошо. Короче, Дима защищает, Дима молодец. В общем, я могу сказать так, что я считаю, что Riders Republic... Можно мне, пожалуйста, бесплатную Вальгаллу? Спасибо, Юбимсон. Вальгалла — это место, где ты закончишь свою жизнь. Слушайте, я могу сказать, что вот эта игра про велосипеды, я считаю, что это говно ебучее, которое нахуй никому не нужно, и оно провалится. Вот. Но есть еще один интересный момент. Ubisoft всячески везде педалирует как Next Gen очень крутую, классную игру. Watch Dogs Legion, Watch Dogs 3, по сути. Так. Watch Dogs, кстати, чем, блядь, не понравился? Что с тобой не так? Я могу сказать, что если первый Watch Dogs мне не зашел, потому что как бы он был немножко какой-то пластиковый и какой-то такой, знаете, типа угловатый, непонятный, потому что я ждал, что будет круче. Второй Watch Dogs мне просто не понравился, потому что эти кривляния все были в мы, кулхацкеры, типа у меня там LED-дисплей на шлеме и вот это все. И плюс главный герой был какой-то пиздец сратый просто. Я честно поиграл несколько часов и удалил нахуй эту игру. Вот. Здесь, в этой игре, это то же самое, что Watch Dogs 2, только у тебя даже главного героя сюжета нету нормального. Ты просто ходишь в песочнице, играешь за хуй пойми кого, и мне это напомнило, знаете что? Мне это напомнило реально мультиплеер в Assassin's Creed, где тебя тоже суют в песочницу и говорят, типа, братан, ты должен найти здесь ассасина. Вот у тебя здесь есть клоун, акробат, там какой-то там циркач, торговец, вот это все, типа, выходите по арене и что-то там делаете, у каждого своя способность. No. И это надоедает, блядь, через час. В это никто не будет играть. Братан, ты заебал. Что же значит никто не будет играть? Вот, блядь, я буду играть. Мне нравится Watch Dogs Legion. Мне сука, нравится, если платину не выбьешь, я тебя просто, блядь, у меня есть платина во втором Watch Dogs, блядь. Помню, а я тебе говорю, если здесь не выбьешь, я тебя просто, блядь, въебу. А я буду в нее играть на ПК, чтобы ты просто отсосал. Вот пока мне не покажешь в Uplay трофей, выполненный полностью все. Короче, бля, вот я тебе... Почему ты не любишь фановые игры? Я просто понять не могу. Вот в чем твой поинт? Это игра, в которую, а, весело играть, б, ты можешь в нее играть так, как тебе хочется. Хочешь... Играй в нее, там, убивая всех подряд. Хочешь, играй по стелсу. Хочешь, играй хакером. Хочешь, играй бабкой, которая может умереть в любой момент. Мне кажется, это разнообразие геймплея просто невероятное. Ну, то есть, она из всех Watch Dogs выглядит как, блядь, наиболее вменяемая игра. Да, может быть, визуальный стиль тебе не очень нравится, потому что там, типа, далекое будущее и все, типа, хакеры. Но, блядь, с другой стороны, тут Лондон. И он выглядит хорошо, и игра выглядит хорошо, и играется она нормально. Почему твоя, блядь, проблема, я понять не могу. Серьезно. Я уже тебе объясню, мне не нравится, что типа у игры нет четкой структуры, что у нее нету там типа персонажа главного и так далее. Что это типа не отдельный режим в игре, который ты типа можешь взять и по сути фри-ту-плейно поиграть, по сути пройдя кампанию, дальше тебе говорят, а теперь ты можешь играть кем угодно. И ты такой хуяк и начинаешь типа играть кем угодно и испытывать вот этот фан. А у тебя вся игра такая. Ну так сюжет здесь есть, он привязан к персонажу, в чем проблема-то? Короче, если честно, я очень скептически смотрю. Прям, я прям пиздец скептически. Я, Тимура, мне понравилась вторая Watch Dogs. Очень. Я ее прошел два раза. Но она работала, потому что в игре был протагонист. И если вы посмотрите на закулисные истории о кухне Ubisoft последних 5 лет, где всем рулил этот уволенный чувак Эскуэт, который принципиально сюжетные игры ненавидел, я почти уверен, что Watch Dogs 3 будет таким очень странным кадавром из ММО-игры-сервиса. Вот. И такой попыткой все в последний момент переделать на чистый сингл. Потому что концепция, она на бумаге хорошо звучит, но как и все эти процедурные игры, где главный герой в нашей игре — это игрок. Просто я все это к тому, что, например, вот эти все вещи, типа, ты можешь отыгрывать роль, проходить как ты хочешь, ведь там все персонажи живут своей жизнью, они все такие уникальные, классные. Это работает в GTA. И это работает в Red Dead Redemption.
когда ты ходишь по миру, он типа живой, и там что-то происходит, и ты можешь там наблюдать за какими-то персонажами, они там все живут своей жизнью. Но никогда тебе впихают в Red Dead Redemption и говорят: братан, ты можешь играть за любого, блядь, селянина здесь. Ты говоришь: а сюжет? Не, сюжета нет. Ты вот за селянина играю. Можешь корову доить, а можешь быть кузнецом. А можешь быть бандитом, а можешь быть полицейским. Я понял, в чем твоя проблема. Ты очень мало знаешь про игру. Ты просто не следишь за ней, и ты не читаешь ни новости, ни прочее. Сюжет в ней есть. И сюжет строится таким образом, что ты, например, играешь персонажем, персонажа убивают, тебя переключают на другого персонажа, и ты продолжаешь ту же самую сюжетную линию, которая привязана в этот раз к организации, блять. Вот представь себе, ты играл Dragon Age Inquisition. Представил? Ты играл там за организацию. Если бы твоего главного персонажа грохнули, например, и ты бы играл там за оставшихся людей в этой инквизиции, ничего бы, блять, не поменялось. Понимаешь? Каждый персонаж был очень хорошо расписан там. Я не спорю. Может быть, здесь то же самое. Ты же об этом не знаешь. Ну, то есть, бля, чувак, я, все, что я видел в трейлерах, пытаюсь... этого не показывало этого. Я пытаюсь защитить Ubisoft. Я могу сказать это так. И тебе все сложнее. И мне все сложнее, потому что у меня не хватает аргументов для этого. Я не знаю, что там в сюжете. Серьезно. Я предполагаю просто. Но я могу сказать так. Мне первая часть относительно понравилась. Первая часть. Она была, блядь, местами скучной, пиздец. Но в ней работала вот эта механика с хакерством и прочей истории. А вторая часть мне понравилась гораздо больше. Несмотря на то, что Тимур ее хуесосит, мне кажется, что вторая часть — это, блядь, квинтэссенция Watch Dogs. Она, блядь, идеально просто ей отвечает. И если мне дадут как бы вторую часть, но с возможностью играть за разных протагонистов, почему бы и нет? Мне кажется, это нормальное явление абсолютно. Ну, то есть, я Watch Dogs Legion... Слушайте, условно про жду. Ubisoft последнюю штуку хотел сказать о том, что закончилась... Вы знаете, вот Ubisoft на каждой своей конференции на E3, там еще где-нибудь, у нее обязательно есть какой-нибудь супер кринжовый момент, когда абсолютно все сидящие в зале, которые люди смотрят в онлайне, сидят и говорят: чё, блядь, за нахуй? Ну, то есть абсолютно все просто, понимаете? Ну, как бы вот... Включая сотрудников Ubisoft, да. Обычно это выступление Just Dance. Ну, потому что, наверное, внутри в компании как бы это какое-то корпоративное наказание, когда типа самых прострашившихся сотрудников одевают в костюмы и говорят: вот все, на E3 будешь танцевать, блядь, на сцене. И они такие: пиздец! Вот здесь было то же самое, такой же кринжовый момент, но он был еще более кринжовый. Дело в том, что на конференции Ubisoft в конце практически 20 минут посадили бедного комментатора киберспорта, который сидел и на голубом глазу, ему, видно, хорошо заплатили, короче, он комментировал игру Ubisoft, которая, кажется, мы все забыли, что она вообще существует. Color Champions это, она называется. Я это жалкое... гуглил ее название, знаешь, каким образом? Как? Угадай, как бы ты гуглил? Ubisoft Rocket League. Нет, Ubisoft Game About Rollers. Я так написал. Roller Champions, я говорю: а, точно. Короче, игра про ролики, которая пытается копировать механики и визуальный стиль Rocket League. Игру запускали тогда, точнее, анонсировали и начинали разрабатывать, когда Rocket League был прям вообще на коне. Ее должны были выпустить еще год или два назад. В прошлом году. Ее не выпустили. Ее в итоге типа морозят, где-то там маринуют. Сейчас ее вытащили на белый свет. Причем не то, что типа показать: смотрите, как мы пиздато ее адаптировали для PlayStation 5 там, или Xbox Series X. А они посадили кринжового чувака, и он такой: вот он там забивает, он все делает, смотрите. И, короче, 20 минут происходит дичь. У Ubisoft в этот момент просто каунтер-каунт, ну, это, по сути, каунтер, типа, количество людей, которые смотрят стрим, просто так вниз летит, вот. И мы сидим, и просто, мы в этот момент просто обсуждали, типа, там, что произошло на конференции Ubisoft, типа, что сейчас показывают, вот это все, но мы понимаем, что, ну, это пиздец. Ну, не то, что пиздец, я бы сказал так, это игра, которую ты тоже не будешь играть, которую потом раздадут в плюсе, и ты ее даже не скачаешь. Да, именно. Короче, пацаны, в общем, заканчиваем потихонечку про консольки, заканчиваем про Ubisoft. Можно я не буду ее вещать, спасибо. Ладно, короче, ну, Димка, ты там почту проверь, платежку прислали или нет? От Ubisoft-то нет, не дошла пока еще.
Я все еще жду бесплатную Вальгалу. Спасибо большое, пацаны. Ладно. Короче, пацаны, в общем-то, как бы, ну, по поводу платежек и прочих вещей, мы вам напоминаем, что спонсором Завтракаста и ДТКД нашего вечернего шоу все еще является Geekbrains. Это, в общем-то, сервис профессий будущего. И мы вам напоминаем, что если вы, в общем-то, сейчас только мечтаете о том, чтобы попасть в IT, мечтаете, в общем-то, как-то перепрофилироваться, если вы работаете где-то, или вы там, допустим, занимаете какую-то там, ну, самую стартовую должность в IT и хотите там, допустим, из QA там стать каким-нибудь фронтендером, там, бэкендером или что-нибудь в этом роде, или, например, захотели разрабатывать игры, то как раз-таки Geekbrains, возможно, это и есть ваш выбор, потому что они делают очень крутые курсы, которые идут долго. То есть это не то, что типа вы за месяц сделаем вас фронтендером. Нет, это не за так. Две недели, да. Вы рисуете через час. Да-да-да. Типа через три недели вы сделаете свое собственное приложение для iOS и станете Пугачевым. Нет, так не работает. Дело в том, что здесь действительно серьезный длительный курс, который может идти до полутора лет практически иногда. Он действительно идет долго. Вы занимаетесь по всем современным методикам в группах, вы делаете групповые проекты совместно, вас ведут преподаватели, люди, которые напрямую сейчас работают на очень крутых должностях в крупных компаниях, типа там у какой-нибудь условной Ламоды там, или Озона, или там Mail.ru. Вот. И, соответственно, как бы эти люди вам рассказывают, как правильно сделать крутые штуки современные, рассказывают вам от самой начальной теории до прям каких-то профессиональных секретов, там, типа, как правильно там что-то сделать, чтобы это нормально работало. Вот. И поэтому мы вам советуем Geekbrains обратить на них внимание, если вот опять же вы хотите там, типа, или вообще начать с нуля, или перепрофилироваться, или как раз-таки вот, типа, там, сделать какой-то шаг вперед по сравнению с вашей текущей должностью. Да, вот. Geekbrains, переходите по ссылочке. Да. Да. Нам, кстати, сообщили, слушайте, чуваки из Geekbrains, сказали, что от нас куча народу уже пришло. Это круто. Классно. Слушайте, говоря про презентации, на самом деле на DTF уже вынесли торрентный приговор, и в борьбе Sony и Microsoft победил ПК. Что? Как так? Потому что все же выйдет на ПК. Можно этот паттерн еще раз, пожалуйста? Я просто пытаюсь понять. Да, все же выйдет на ПК. А знаете, откуда логика пошла? Потому что Sony объебалась с трейлера в Demon's Souls и случайно добавила туда упоминание о том, что оно выйдет на ПК. Бля, может, третий раз за сегодня об этом говорим. Да, да, да. И логика отсюда. Sony уже подтвердила, что это PS5 эксклюзив, что это была ошибка, но, понимаешь, выиграл ПК. Но на самом деле, если без иронии, если абстрагироваться от нашего фирменного говноедства, мы с Димкой ПК-геймера. Я и Димка, мы, в общем-то, ПК-геймеры, мы постоянно обновляем свое железо, и мы, можно сказать, большую часть времени, наверное, проводим так или иначе за ПК. И если вы ПК-геймер, для вас это тоже была, в общем-то, отличная неделя прошлая. Потому что NVIDIA показала свои новые видеокарты RTX 3070, 3080, 3090. И несмотря на тот факт, что они мощные, они реально очень мощные, у 3080 прирост от 2080 в некоторых задачах в два раза. Это достаточно, ну, нетипичный для разных поколений видеокарт переход. И все здорово и круто, но сильнее всего нас удивили цены. Потому что цены оказались, на удивление, адекватными. Во-первых, они не просто адекватные, они дешевле, чем обычно. Да. Ну, то есть, условно говоря, ты такой вот сидишь со своей там 2080, ты ждешь новую видеокарту, и ты такой, ну, я готов там штуку баксов выложить, да, за новую видюшку. А NVIDIA выходит и такая говорит, 700. Ты такой, может быть, 800? Нет, 600, братан. И ты такой, окей, пойду на Авито продавать свою 2080. Ну, то есть, так это происходит. Но мы уже точно знаем, что... Ну, значит, это во всех этих историях надо обязательно вставлять ремарку. Но ты живешь в России. Да, но, тем не менее, даже в рублях цены хорошие. Цена, Максим, которая как бы... Ну смотри, на RTX 3080. Давай вот и начнем. 85 штук хочешь за 3080? Это ты за 30. Нет, не прав. Смотрите, цены, пожалуйста, такие. Это, блядь, российские ритейл-магазины. Это российские ритейлы за нереференсные карты. Давайте мы правильно все скажем, да? Давай. Цены за 3070. Это карта, сопоставимая с 2080 Ti. И в RTX-задачах ее даже немного превосходящая. Founders Edition — это референсный дизайн NVIDIA, в России будет стоить, как Xbox Series X. 45 500 рублей. Найди ее, блядь, за такие деньги.
Она, ты можешь купить ее на сайте NVIDIA, и, в общем-то, референсные карты можно найти в магазинах. Дальше 3080 так. у нас будет стоить 63 тысячи рублей. Вот. То есть 3080 будет 63 тысячи стоить, и это очень хорошее предложение, учитывая ее производительность. Ты мне скажи, а ты смотрел все эти обзоры, вот, которые по производительности? Смотрел, я, собственно, поэтому и говорю, Founders Edition 3090, вот это уже серьезное дерьмо, 137 тысяч рублей, но вам эта карта не нужна, потому что фактически 3090 это новая замена Титана. Я просто слушаю все эти разговоры, там типа, тут 60 тысяч, тут 80 тысяч, тут 130 тысяч. Сидишь и думаешь, а что вот делать обычному человеку, который, ну, знаешь, вот привык, смотри, видеокарту за пятнашку покупать? Я тебе просто объясню. А, во-первых, понятно, будут 3060, будут 3050, это будет хит, как и 1050 в свое время, да? Угу. То есть будут такие карты потом. Но вот если смотреть на то, что есть сейчас, то если у вас сейчас есть 2080... Я посмотрел абсолютно все тесты в интернете, и если вам не принципиально получить процентов 20 прирост в обычных играх и процентов 50 прирост в RTX-играх, которых, кстати, очень мало до сих пор, вы можете спокойно пожить с этой карточкой еще годик, вообще без проблем. Да, а если у вас абсолютно новый компьютер, вы собираете компьютер с нуля, и вот, допустим, вам надо купить хорошую производительную карту, которой хватит на ближайшие 3,5-4 года, и которая в 1440p будет тянуть вообще все игры с консолей, то, мне кажется, 3070 — это абсолютно такой же народный хит, как и 970 была в свое время. Да, то это есть... правда. Второй момент, который я бы еще хотел обратить ваше внимание, это те видеокарты, которые, по сути... взяли и убили вот эту мантру о том, что типа новые консоли, типа пиздец какие мощные, там будет новая SSD. Нет, скорее другую потому мантру, что консоли будут очень дорогие, потому что там мощные видеокарты. Вот так. Да. Здесь будет та же самая технология, которая есть в новом Xbox и в новой PlayStation, когда у тебя, по сути, информация с SSD, какие-то ассеты, там, геометрии уровней и прочее, они стремятся напрямую в оперативную память видеокарты. Здесь она тоже будет. Проблема в другом. То, что на ПК для этого тебе нужен PCI-4, тебе нужна эта видеокарта, тебе нужен SSD-шник какой-то, хороший, который поддерживает всю эту хуйню. Раскрывать видюху. Да, и ты такой считаешь и думаешь, ну да, оно может работать быстрее, но будет стоить в 4 раза дороже. Ну и есть еще один момент, давайте поговорим про недостаток новых NVIDIA. Несмотря на то, что они реально классные, NVIDIA заработает кучу денег, это будет, ну, в общем-то, хит на ближайшие годы на ПК-рынке. Да. Есть один большой недостаток. Какой? Который надо держать в голове. Это энергопотребление. Потому что там с энергопотреблением? Ну, потому что на 3080 тебе нужен оптимальный киловаттник. Не, ты что-то преувеличиваешь. Я читал, что... Я тебе серьезно говорю, они 650 реально, ватт есть, должно дохватать, по идее. Они повторили поколение 460-х, 550-х. Ну, знаешь, вот эти карты, которые назывались GTX на русской раскладке печь. То есть ты хочешь сказать, что для того, чтобы такой производительности достичь, они жрут электричество как не в себя? Они очень энергонеэффективные. Они, наверное, пофиксят это через поколение 2, но текущая архитектура, она очень классная. Она недорогая, она удобная и клевая, но в блок питания 700 ватт, ребят. Прям просто на стол вы минимум выкладываете. Потом, минимум, да. Ну, потому что по-хорошему лучше киловаттник, говорю. Ну, конечно, блин, запас. Пиздец, блок питания, киловаттник, ебануться просто. Мне иногда кажется, это что просто живем... тем временем PlayStation 5 350 ватт. Интересно, сколько в новом Xbox блок питания? 350 тоже. Тоже 350? В X, да, 350 ватт. Это, видимо, стандартное энергопотребление. Я хочу вас спросить следующий момент. Давай. Дело в том, что вот вышли же все обзоры, соответственно, этих карточек, да, и там реально народ прям активно очень их обсуждает, потому что они очень противоречивые. Вот. Во-первых, что противоречие? Я что-то не слышал. Во-первых, такого... же смотри. Во-первых, не. Выяснилось, что если сравнивать, например, 3080 с 2080 Ti, так. О которых, в общем-то, они, ну, это сравнение напрямую навязали же сами NVIDIA, когда сказали, что 3080 будет, типа, ну, существенно мощнее, чем 2080 Ti. В некоторых задачах.
выяснилось, что когда они рендерят игры в 1080p, то прирост почему-то оказался очень маленьким. Ну, то есть, типа, там иногда на 10-20% всего. Но при этом, когда идет в 4К, то там прирост, типа, большой. В некоторых случаях, типа, до 2 раз практически. Ну, то есть, редко, но такое тоже бывало. И реально, типа, тесты часто в зависимости от того, какие включены настройки, какое разрешение, там прям вот так вот колеблется. Как бы. То есть иногда прирост маленький, а иногда очень большой прирост. Знаешь, это от типа связано? Задач зависит. Это во-первых, не забывай о том, что то, что сейчас есть, оно официально на рынке еще не присутствует. Они, по-моему, продажи начнутся с завтрашнего дня, то есть 18 сентября примерно. Слушай, ну обзорщикам же дали уже Founders Edition. Я понимаю, но, например, драйверов самой NVIDIA пока еще нету конкретно под это все. И оно работает, по сути, на старом говне. На бета-драйверах оно работает. Да, это первый момент. Второй момент, не забывай о том, что все игры, которые под это все делались, они тоже должны получить какие-то либо патчи, либо там ускорение производительности и прочее, понимаешь, да? То есть это все бабушка надвое сказала. На самом деле, хорошие тесты всего этого говна мы получим, ну, блядь, недель через две. То есть вот, чтобы купили вот люди, консюмеры, знаешь, там, и типа какой-нибудь там ютубер, бля, я купил 3090, оно работает как говно. Или наоборот, я купил 3090, оно работает охуеть. То есть вот это мы получим через пару недель. А пока, если вот так судить по обзорам, все очень пиздато. Вот, то есть, все это очень классно. И правильно ли я классно. Понимаю, что в итоге 3070 это типа такой реально дешманский вариант, потому что у нее даже памяти мало, и она дешевая. Это оптимальный консюмерский вариант. И она типа похуже. А 3080 это типа такой прям реально монстр такой, который прям херачит. Смотри, 3090 это Титан. Ну, это это то, что раньше называлось Титаном, по сути. Это демонстрация технологий просто потому, что она выпускается исключительно для шоу, что называется. Или, кстати, вот. Правильно пишешь, что для 1080 нет смысла эти карты брать. То есть эти карты, они для 1440p. Да, они вообще не для 1080, конечно. Да. Если вы сидите в Full HD, сидите на 2060 и не парьтесь. А, значит, 3080 это топ, консюмерский топ. 3070 это такой middle топ. То есть это топовая карта, но с немного подрезанными крыльями. Не память медленная. В смысле там медленная? Там такая. Там память не такая. Нет, там не такая. Там, подождите-ка, там был вот это GDDR6, а тут какой-то типа помедленнее. Я помню точно, что 3070 была помедленнее память. Но 3070 это не мешает. Одинаковая должна быть. Нет, ну, короче, ладно. Я к тому, что нет нижнего ценового сегмента. Нет. Вот появится нижний ценовой сегмент. NVIDIA, как правило, показывает позже. И мне на самом деле с таким абсолютно ебанутым, прямо скажем, энергопотреблением очень любопытно, что они будут делать с ноутбучными картами. Поскольку вот Max-Q это очень популярная линейка сейчас в ноутбуках, и для ноутбуков это будет проблемой. Еще непонятно, когда они проснутся и покажут TI. То есть вот когда. Да. Но потому 3070 что... TI уже утекла. У Lenovo и других партнеров ее, видимо, покажут скоро, и 3070 Ti как раз будет с добавленной оперативной памятью. Там самих шейдерных конвейеров будет, конечно. Консольки соснули. Слушайте, ну вообще, как бы я вам напоминаю, что для того, чтобы у вас карта за $800 нормально себя показывала на вашем замечательном ПК, вам нужен ПК, в котором будет хороший, как минимум, Ryzen процессор, типа а-ля какой-нибудь 3700, там 33800, да, типа что-то такого. У вас должна быть нормальная быстрая оперативка, у вас должен быть хороший быстрый SSD, потому что напоминаю вам, что многие из фичей, которые говорил NVIDIA, в общем-то, вот этот самый GPU, SSD-то GPU, да, вся вот эта история, типа, такая же, как на новых консолях, она должна все работать именно тогда, когда у вас реально быстрый SSD, вот. То есть, по-хорошему, вам нужен дорогой быстрый SSD, дорогая хорошая память, вам нужна хорошая там материнка с этими всеми PCIe 4, соответственно, вам все-все-все вот это нужно, вам нужен новый там хороший блок питания, и в итоге апгрейд вашего ПК, особенно если он у вас старый, а не так вот, который вы собирали условно год назад, а если вы собирали его 5 лет назад, блядь, ну это будет очень дорого. Ну это будет сопоставимо... 1200, 1300, 1500 долларов будет у вас. Сопоставимо со стоимостью, я не знаю, консолей, наверное, трех. Всех. Или всех, или да, и Switch, даже, PS5 и новый Xbox. Слушайте, в общем, просто прикол в том, что это реально довольно дорого, как бы, и если вы... Я просто, просто у российских геймеров, поскольку исторически они часто сидят очень много на ПК, они часто сидят в таком пузыре, в котором считают искренне, что весь мир играет на ПК.
и что, типа, во всем мире все играют только на ПК, как бы, и что вот консольчиков на самом деле очень мало, как бы, и вот тупые издатели, разработчики зачем-то делают игры на консоль, ведь все же на ПК играют. Нахуя вы вот на консоли делаете? Там же только одни инвалиды сидят. На самом деле, как бы, игроков на ПК не так много, а игроков на ПК, на мощных ПК, которые могут потянуть современные игры на уровне современных консолей, их, ну, типа, очень мало на самом деле. Ну, то есть, грубо говоря, сегмент людей, который может там позволить себе, там, сейчас, учитывая, что там PS4, там, ПК и Xbox One, то на том же уровне, на котором PS4 Pro там тянет графон, например, таких ПК там типа, ну, там, в 3 раза меньше, в 4 раза меньше, чем PS4. Понимаете? Там, и в итоге часто люди, которые покупают себе какого-нибудь условного там Ведьмака 3, они играют в нем очень часто на лоу. Как вот Дима рассказывал про свою сестру, которая у него тоже запускала Ведьмака в 15 FPS и спокойно себе играла. Но у нее все было отлично. И она и в статистике Steam, и в статистике продаж CD Projekt Red его сестра условно там есть. Понимаете? При этом это не значит, что как бы, она играет так же, как, например, человек играл там на PS3 Pro или там на Xbox One. Я понимаю, к чему ты клонишь? Ну да, это дорого. Я все это, просто к тому, что типа, чтобы у вас не создалось впечатление, что ну все, типа, вышли вот RTX 3080. Как консоли закопаны, да. Да, все, консоли закопаны, потому что ну, все купят за 3080. Ты раньше, братан, если сам, у тебя есть правильно. Деньги, в чем проблема? Нет, ты сам. Нет, я просто пытаюсь о чем сказать, что. Вот этот Тимур, тезис и вот это видение, что типа все купят 3080 и консоли мертвы, нет, этого не будет. Ты сказал правильно ранее, что да, 3080 мощнее PS5, но в цирке не выступает. Но 50% производительности сожрется слоем совместимости. И когда вы будете, что называется, head-to-head бить головой о голову, сравнивая терафлопсы вашей NVIDIA-карточки, терафлопсы в PlayStation будут расходоваться на разные вещи в процессе. Вот и все, я, кстати, еще хотел очень важный момент сказать, что я в свое время об этом говорил в подкасте, и ко мне приходило несколько дурачков, а я не могу об этом, ну, по-другому этих людей назвать, о том, что когда я говорил о том, что многие современные игры, некстгеновые, так скажем, будут разрабатываться, исходя из того, что у вас быстрый SSD, потому что он на консолях быстрый SSD, я вам просто говорил о том, что в какой-то момент на ПК вы увидите в системных требованиях минимальных, что у вас должен быть SSD, который поддерживает скорость там, типа, минимум 4500 там, типа, мегабайт в секунду. Ну, то есть вот, это вот, типа, если меньше, то, сорян, игра не пойдет. Вот. И мне там реально несколько дурачков говорили, пиздец, откуда ты такую хуйню взял, этот SSD вообще не значит ничего, SSD и так в каждом компе сейчас стоит. Ну, то есть люди не понимают. Я надеюсь, что хорошо, вы не поверили Марку Церни, вы не поверили мне. Поверьте, пожалуйста, инженерам NVIDIA, которые черным по белому в своем собственном Q&A на своем сайте написали о том, что технология, которую они сейчас представили, которая вот, соответственно, SSD это GPU, что мы предвидим, что в будущем действительно некоторые игры будут от вас требовать определенного уровня перформанса этого самого SSD. Да, но ты говоришь про далекое будущее, потому что никто... Бля, чувак, 2-3 года. Послушай, братан, 2-3 года — далекое будущее в контексте технологий. Да нет же! Ну, потому что у тебя в следующем году выйдет 4090 или там 5090 через 2 года, понимаешь? То есть, как бы, ты сейчас покупаешь 3090. То есть, как бы, камон. Я просто... Подожди, эта технология даже на 28... Она даже на 2080 будет работать, вот эта SSD-то GPU. Я просто к тому, что она работает на всех RTX-картах. Я веду это к тому, что, опять же, ровно то, что я вам говорил, теперь реитерируют еще к тому же и инженеры NVIDIA, которые говорят, что да, это будет. Да, действительно, в некоторых играх вы можете спокойно ожидать того, что они будут требовать определенного минимальной скорости SSD, который, ну, просто типа потому, что игра так через сделана. Через какое-то количество лет, далеко не во всех играх, в тех играх, которые консоли-порты, явно AAA, потому что инди-говно как работало у тебя с жесткого диска, так и работает, блядь, и с ним вообще никаких проблем не будет. Да, понимаешь? Понятно, но когда у тебя выйдет условный Ведьмак 4... Или когда у тебя выйдет там условный Киберпанк 2. Киберпанк 2 это далеко. Когда мы говорим именно реально о некстгеновой игре какой-нибудь, которая вышла под консоли, там какой-нибудь условный Dark Souls 4. Ну. Вот его там анонсируют через 2 года, вот он выйдет через 3 года, да, там в 2023. Вот он выходит, короче, и вдруг пикарям внезапно говорят, братаны,
минимум 4500 SSD. Окей, они к тому времени уже подешевеют. Они уже будут стоить там типа 15 тысяч рублей. Ну а еще они далеко не у всех будут стоить, потому что у многих даже до сих пор сейчас SSD не стоит. Ну посмотрим, что будет через 3 года. Просто ты, говорю, ты так говоришь, что типа ждите то, что это будет. Да, но к тому моменту, когда это произойдет, люди, наверное, все-таки, ну, как бы, общая технологическая планка повысится, скажем так. И то, что люди с тобой сейчас спорят, они тебе вполне резонно говорят о том, что сейчас переживать по этому поводу глупо. Ну, то есть... Нет, они говорят, что это вообще фуфло, и такого вообще не будет. Вот в чем дело. Я к этому веду. А-а-а. А такое будет, понимаешь? Ну, это, как ты правильно сказал, дурачки какие-то. Ладно, слушайте, пацаны, в общем-то, кстати, да. Последняя штука, которую мы хотели сказать, дело в том, что тут же провели исследование в Стиме по поводу того, вообще, ну, какое железо есть у людей. Так. При этом это исследование, оно так немножко корявое, потому что я напомню вам, что, например, когда что-то он у меня... Что-то ты залагал немного у меня. Это потому что у меня звук там, типа, переходили наушники из одних в другие. Mm. Короче, смысл в том, что провели они исследование, оно немножко корявенько делается, потому что, например, на моем MacBook'е когда я проводил это самое исследование, они в итоге типа увидели только одну видеокарту и только интеловскую встроенную, а Radeon встроенный типа в MacBook'е не увидели. Вот. Ну ладно, хер с ним, не в этом дело. Но в том, что там довольно интересные результаты, которые говорят о том, что, во-первых, большая часть геймеров все еще играет на 1080p в Steam'е. Вполне логично. А второе, кстати, что интересно, дело в том, что там люди высчитали, какое количество видеокарт в этом сервере есть от 1060 и выше по мощности. 1060 — это примерно уровень современных консолей типа PS4 Pro, условно. Ну, то есть 1060 — это плюс-минус примерно как PS4 Pro. И, соответственно, все, что выше нее, и выяснили, что практически у трети геймеров есть, соответственно, видеокарты уровня PS4 Pro и выше на Стиме. И это, на самом деле, крутой результат. Это значит, что действительно народ потихонечку адоптит карты, которые такие довольно мощные, которые, так скажем, то есть вот то уровень PS4 Pro и Xbox One X уже треть геймеров, соответственно, в Стиме, они уже достигли, как бы, или там, или уже перешли дальше. Вот. И это, на самом деле, круто. Это значит, что все эти люди могут уже спокойно, хорошо, качественно играть в современные тайтлы. Вот. Посмотрим, что будет. Я могу сказать так, на этой неделе еще показала Apple свою презентацию, и в этот раз презентация, к сожалению, омрачилась тем, что айфоны не показали. Вот. Да, ну, на самом деле, все это, да, действительно знали. И я так понимаю, что айфоны покажут где-нибудь в октябре, да, наверное, плюс-минус. Да, да, скорее всего, покажут в октябре. Мне кажется, по-моему, это уже мы все знаем. Но, как бы, смотрите, никто не знал толком, что покажут, но многие спекулировали, в том числе, там, я, например, очень надеялся, что покажут новые AirPods Studio, это наушники, которые большие, накладные, типа, беспроводные, да, соответственно, я надеялся, что, может, покажут еще HomePod Mini, потому что сейчас на HomePod я бы, конечно, себе, может быть, и взял бы даже, как бы. Но тем нет, более, что с iOS 14, его, он же теперь сможет со всеми музыкальными сервисами работать, включая Spotify, а я при этом всей любви к продуктам Apple, как бы, я, например, до сих пор терпеть не могу Apple Music, вот, как бы, потому что, ну, мне он не нравится, вот, а Spotify мне, наоборот, очень нравится, вот, но показали много чего другого, как бы, причем, на самом деле, многие штуки, как бы, людям показались, там, скажем, неочевидными или непонятными или ненужными, но, например, смотрите, показали Apple Watch Series 6, который почти ничем не отличается от Apple Watch Series 5, кроме того, что у него встроили сенсор, который теперь считывает уровень кислорода в крови, ну, то есть насыщенность, по сути, крови кислородом. Ну, да. Ну, то есть, типа, чем меньше кислорода в крови, соответственно, тем это хуже, потому что, ну, кровь не доносит кислород до мышц и тем до головы. Хуже ты себя чувствуешь, давай. Мы не специалисты медицины, мы в душе не понимаем, в чем тут разница. Нет, подожди, я говорю четкие важно. Конкретную вещь, да. Потому что, типа, меньше кислорода, ваша башка меньше получает кислорода, она хуже думает, а мышцы, типа, меньше кислорода, они быстрее устают, там, ну и так далее. Вот. Соответственно, что интересно, еще в Apple Watch Series 6 встроили, соответственно, чип U1, но пока нигде не говорят о том, типа, ну, типа, что там вообще как бы есть. Что еще больше интересно, дело в том, что у часов убрали Force Touch. А что здесь то интересного? Здесь... Мне кажется, что вполне логично. Дело в том, что большое количество интеракций с элементами часов
было завязано на то, что ты типа, ну, берешь и типа нажимаешь сильно пальцами. Теперь получается, что это будет делать за счет того, как на айфоне, типа, ты должен поддержать палец. Будешь. Ну, типа, ну, да. Зажал и держишь. Это будет, ну, то есть это будет не так быстро, не так интуитивно работать, да, как переучишься. Сейчас. Это так, та же самая херня, которая была с жестами. Помнишь, тоже люди все бомбили, что типа, блядь, жесты на айфонах, так, так пиздец неудобно, так все через жопу. Спустя месяц уже никто не жалуется. Вот серьезно. Все привыкли. У меня, кстати, была та же история, когда я переходил с андроида. Да, я помню, что я сам жопнулся. Не-не, на XR у меня было три претензии. Это жесты, то, что нет нижних кнопок привычных. Да. Это Face ID, нету Touch ID. И это то, что надо активировать Apple Pay предварительно. Ну, в итоге ты привыкаешь, на самом деле. К да, этому, ты абсолютно, да. Я вообще перестаю быть проблемой. Я думаю, с часами тоже самое будет. Смотрите, я хотел немножко еще про часы проговорить вещи, которые не все обращали внимание. Дело в том, что, во-первых, часы, ну, у них теперь новый процессор, они чуть-чуть побыстрее, чем Series 5. Я могу сказать, что Series 5, на самом деле, действительно уже довольно быстрые, потому что, например, после Series 2 и Series 1, которые были, конечно... Я могу сказать, что это были реально тормозные часы. Это которых... были прототипы, говорить, да, говорить честно. Да, это были реально прототипы, потому что запуск чего угодно, кроме внутренних встроенных приложений Apple, это была боль. Ну, то есть ты реально нажимаешь Telegram, и у тебя Telegram запускается минуту. Ну, да, пиздец, легко, просто. Я помню. Да, вот. А сейчас, конечно, как бы все на Series 5 запускается быстро, но здесь будет еще быстрее, 20, на 20% выросла мощность. И поскольку они энергоэффективность очень сильно увеличили, дело в том, что у Series 5, как вы видите, есть функция, в отличие от всех прошлых часов, что даже когда ты не смотришь на дисплей, он все равно с односниженной яркостью и с малым временем обновления, но показывает какие-то нужные тебе вещи. Ну, то есть, если я сейчас возьму, включу какой-то там циферблат с чем-то другим, он тоже будет это показывать. Как только я смотрю на себя, соответственно, яркость повышается и начинается обновляться 60 раз в секунду. Ну, то есть 60 FPS. Вот. Дело в том, что они, поскольку у них возросла энергоэффективность, теперь в 2,5 раза выросла яркость, и, соответственно, теперь часы, когда вы будете отворачивать от себя и как бы смотреть на них, так скажем, типа не под углом, который к лицу повернут, да, они будут теперь светиться почти так же, как до этого, типа, светились, когда ты смотришь на них. Это, на самом деле, круто. Если вы пользуетесь часами, то вы сможете это увидеть, и это будет классно. Плюс, что интересно, часы теперь можно будет использовать без айфона. То есть их вот можно это, типа настроить. Вот это, кстати, интересный момент. Они, я так понимаю, что продвигают это под детей. Ну, то есть ты покупаешь своему ребенку Apple Watch, и у него, типа, нет айфона, но зато ты можешь удаленно, типа, смотреть, где он там находится, отправлять ему там уведомления или еще что-то. То есть это такая история. А мне вот интересно другое. А предположим, что вот я себе такие часы купил, и у меня Android. Ну, то есть, вот как в этом якобы, случае? Якобы быть? Теперь, насколько я понял из презентации, их можно будет теперь настроить, в том числе и просто автономно. Без айфона. Без айфона, вроде как. Я, если это, честно, это автономное устройство. Это работает по принципу Гармина. У Гармина та же история. Часы Гармина являются отдельным гаджетом. Я бы подождал первых отзывов, на самом деле, прежде чем ломануться. Давайте посмотрим, как бы, но сама по себе довольно интересная штука. Еще что интересно, они представили кучу различных новых браслетов, причем два в том числе браслета они показали, не, ну, типа, силиконовый, и из силиконовых нитей, который такой, ну, по сути, как плетеный. Плетенка, да. Да, у которых нету застежек. То есть это, по сути, просто браслет, который надевается на руку, типа, ну, то есть ты его оттягиваешь, надеваешь там, и все. Ну, то есть, знаете, как вот эти браслеты, которые на концерты всякие, на ивентах дают, да, которые такие просто резиновые браслеты, вот. Да-да-да. Здесь то же самое. Посмотрим, как это, насколько это удобно. Если честно, я не очень люблю такие браслеты. Не, тоже. Может быть, я согласен, что мне кажется, вот эта ерунда, это реально ерунда. Непонятно, почему они в эту сторону посмотрели. Ну, в общем, кому-то, может быть, вполне возможно, что это будет нравиться. А что думаете по поводу маленьких часов? Которые с Е. Смотри, вот важный момент. Это не маленькие часы. Да. Это... С Е я хотел сказать, потому что я потенциальная публика. Хорошо, давай. Короче, с SE мы все думали, что это ребрендинг Series 5, но по более низкой цене, но на самом деле оказалось, что это фактически Series 4 с железом от Series 5 в плане процессора. То есть, например, они не работают постоянно, их надо активировать. Ну, то есть у них вот этого момента с Always On дисплеем нету.
А то есть, на самом деле, они проще. Переворачиваешь кисти, и они включаются. Ой, Дим, если бы ты попользовался, ты бы понял, насколько это круто. Неудобно, да? Да, да. Но, короче, история вся в том, что мне кажется, что те трейд-оффы, которые сделала Apple для того, чтобы людей типа меня, которые, что называется, сидят и ждут чего-нибудь, они грамотные. Потому что мне очень классно сейчас вот заиметь большие часы и маленькие часы, маленькие жене. Большие себе, именно SE, и я уложусь в 50 тысяч. Это более или менее нормально даже в рублях. Вот. А если бы я, вот, например, сидел без этой опции, я бы за 40, честно тебе скажу, я бы никогда умные часы не купил. Ну вот просто психологически я не готов столько отдать. Нам, кстати, правильно поправляют, что вот история с автономными часами, она недоступна в России. Потому что они требуют eSIM, а eSIM у нас в часах пока не научились. Короче, мой поинт в том, что часы SE, это, знаете, будет как iPhone XR, на мой взгляд. Это будет такой слипер-хит. Что и покупать будут в основном их. Опять же, люди типа меня, которые до этого о часах даже не думали. А в чем разница вот между 6 и SE? Помимо экрана. Разница в том, что у них процессор от прошлых Apple Watch Series 5. Угу. А экран от часов, которые Apple Watch Series 4. А вот, то есть экран без Always On, а процессор от Series 5. Нет, датчика с кислородом. Кислородом там не будет, да? Нет, это тоже понятно. Да. То есть, короче, это упрощенная версия часов на базе старых технологий. То есть чуть-чуть от Series 5, чуть-чуть от Series 4. Но при этом они все такие же классные в плане того, что в них можно спокойно плавать. Они там, типа, всякие вот эти их новые фишки, которые были в Series 5, соответственно, по поводу того, что они детектят падение человека, там, всякие там кастомные циферблаты, вот это все, короче, они все это поддерживают. Ну и все фишки, соответственно, Watch OS. Так заметь, что вообще эти часы, они очень долго говорили про здоровье, там, то есть, что как-то важно и прочее. Но на самом деле, большую часть времени они утверждали, что это идеальный гаджет для фитнеса. И, собственно, под этот фитнес они показали подписку, которая называется Fitness Plus, да, кажется? Apple Fitness. Мы, кстати, Plus? Об этом как раз говорили в одном из подкастов, сервис, потому что был слив. Подписка. Был про это слив, и мы как раз про это тоже поговорили в одном из выпусков предыдущих, о том, что они запустят сервис, который будет конкурентом вот этих всяких рантастиков адидасовских, найковских там, вот этих тоже там найковский сервис по занятиям. По сути, оно и есть. У тебя на любом твоем устройстве, там, iPhone, iPad, Apple TV, у тебя появляются видеоуроки, как, типа, заниматься персонализированным под тебя. И все это синхронизируется с твоими часами, которые тебе говорят, насколько ты хорошо занимаешься, правильно ли ты занимаешься, сколько ты уже там калорий потратил, сколько ты там, типа, что делал. И, соответственно, персонализированно под тебя подбираются эти тренировки, и они постоянно добавляют новые видеотренировки, которые, опять же, адаптируются под тебя. Типа, вот, давай вот сейчас ты вот так делаешь, а вот ты на прошлой неделе делал вот это, у тебя хорошо заходил, давай делай вот так вот, ну и так далее. Причем подписка будет стоить $10 в месяц, что довольно много, но по меркам всех вот этих сервисов это точно так же стоит, потому что у всех. Или $80 будет, да? В год. На данный момент в России пока не состоялся. Угу. И не состоится. Я даже не знаю, если честно, вот... что делать. Вторая история с подписками у них что? Вторая история с подписками. Дело в том, что они представили тоже, мы уже говорили об этом в нашем подкасте, о том, что они представят единую подписку на все свои сервисы. И действительно, они ее представили. Эта подписка называется Apple One. И в Apple One, соответственно, входит 4 вида сервиса для всех базовых тиров, так скажем, это индивидуальный и семейный, короче. Это Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и, соответственно, чуть-чуть Cloud Storage. Причем для индивидуального, когда у тебя, ну, индивидуал, Cloud Storage, если честно, очень дешманский. Там 50 гигабайт всего. Я могу сказать, что я сейчас пользуюсь 200, и мне не хватает. Вот. То есть, как бы, мне реально не хватает. Хотелось бы, чтобы они давали больше места. Да. В итоге подписка стоит $15 в месяц. В России она стоит, сейчас вам скажу, 365 рублей в месяц. По сути, это экономит 260 рублей в месяц. Вот. То есть это действительно довольно классная штука. В семейной подписке входит все... Удобно, если ты пользуешься iCloud и Apple Music слушаешь, но не очень удобно, если ты подписан только на Arcade. Да.
Да, я могу сказать, что поскольку я пользуюсь только Apple Arcade, Apple TV Plus у меня все еще бесплатный, потому что у меня за iPhone, он давался просто за активацию iPhone. И, соответственно, Apple iCloud у меня тоже пользуюсь. Как бы. Я могу сказать, что я посчитал, как бы у меня, по сути, формально только Arcade и iCloud. У меня сколько? 169 плюс 149. То есть это, ну, 300 рублей, 310 рублей в месяц. Мне эта подписка бессмысленна. Как бы. Я не буду ее делать. А семейная? Вот. И семейная тоже бессмысленно, потому что я плачу 310-320 рублей в месяц. Сколько она стоит в России? А семейная стоит 525. А я правильно понимаю, и что... И она отличается только тем, что у нее 200 гигабайт, как раз вот мой тир iCloud. Я правильно понимаю, что в более дорогую подписку, которая премьер, входит как раз вот этот фитнес, которого в России нету. И Apple News. И Apple News, которого тоже в России нету. Поэтому, собственно, этой прописки и не будет у нас. Да. Если честно, мне, конечно, очень обидно, но я понимаю, я реально понимаю, что им, скорее всего, для того, чтобы запустить эту подписку или какую-то подписку, которая не будет включать, например, Apple News, но будет включать Apple Fitness, нужно локализовать Apple Fitness, то есть его продублировать, потому что там есть смысл в том, что с тобой разговаривает тренер, и их нужно дублировать дубляжом, то есть переводить на русский язык. Тебе нужно записать этих тренеров, то есть... Нет, скорее можно оставить тех же тренеров, но нужно дубляж сделать, понимаешь? Чтобы у тебя черные чуваки, которые там танцуют, чтобы они тебе по-русски говорили: давай, быстрее, да, видишь, как я это делаю, да? Вот так руку влево, руку вправо, ногу вперед, понимаешь, как бы, чтобы вот они все это делали. И, ну, это довольно титаническая работа, и я так понимаю, что они могут запустить, когда все это переведут, а перевести, ну, типа, несколько месяцев на это точно понадобится, я думаю. Ну да, либо они просто как бы делают вообще локализованную версию, где, знаешь, типа наши условные тренеры. Русские тренеры? Да. Не пойдут, я думаю. Думаешь? Думаю, не пойдут на это. Вот, ну, в общем... Вторая большая презентация того, что показали, это iPad новый. Да. Да, новые iPad, причем именно показали, по сути, как бы базовые iPad, потому что iPad Pro, как вы помните, обновили совсем недавно, его оставили, по сути, в том же самом корпусе, дали ему камеру с лидаром и ультраширокую камеру, и дали чуть-чуть поновее процессор, и то чуть-чуть, потому что он почти ничем не отличается. Тот процессор, два iPad, которые вот есть у меня и которые есть у Димы Pro, у Димы 2018, у меня 2020 года, они отличаются вообще минимально. Практически ничем. И их все равно не обновили тоже. Да, и обновили как раз самый... Да, их обновили в итоге самый базовый iPad и обновили iPad Air. Который. То есть iPad... смотрите, я напомню вам, что у меня просто мама, например, вот сейчас как раз я ей покупал тоже вот iPad обычный. И он был с процессором от iPhone 7. То есть вот он до недавнего времени продавался сейчас вот с процессором iPhone 7. Но этого все равно достаточно для такого базового айпада, который нужен типа для браузера, там, почты, чуть-чуть поиграть в какие-то игрушечки, видосики посмотреть и прочее. Этого достаточно. Мне знаешь, что нравится в этих айпадах? То, что они поменяли в них дизайн, и они один в один, как у прошки. То есть вот это вот... Нет, это ты говоришь про iPad Air. Обычный iPad, с которого я начал, он выглядит так же. Обычный iPad выглядит так же, как выглядел до этого. Я просто сейчас, видимо, смотрю на Air. Да, у него все тот же Touch ID, короче. Но в чем прикол, короче? Они, во-первых, его перевели на USB-C. Он больше не на Lightning. Вообще все iPad перевели на USB-C. Вообще все. То есть, например, у моей мамы вот iPad, который обычный iPad, он все еще на Lightning. Здесь на USB-C. Я подумал о том, что пора себе покупать USB-C хаб, знаешь, который так, с кучей портов, с какого-нибудь HDMI и еще прочее. USB-C прикольно, что они прям мою душу порадовали, синебойскую. Такие, вот новый iPad Air, у него USB-C, посмотрите, по нему можно подключать Sony Alpha 7. Я такой, да! Слушайте, и что интересно, они встроили туда чип A12, который стоит в айфонах XR и в айфонах XS и XS Max. Вот то, что, у Max с Димой стоит. Соответственно, ну, то есть это реально задел, типа, на несколько лет вперед, как бы, что вот такой у тебя базовый простенький iPad, у тебя реально, ну, как бы, будет с хорошим процессором, вот, с хорошим графоном, вот это все. Что забавная история, вот ты говоришь, типа, задел на будущее и прочее, а я вот тут читал про iOS 14, и меня удивило, что iOS 14 до сих пор выпускается для iPhone 6. Сколько лет... Да, 6S. Сколько лет iPhone 6S? Много. Много? Я даже не знаю, честно сказать. Я просто поменял уже два iPhone после 6. Ну, то есть, как бы, блядь. Ну, как бы, ну, камон. Ну, как бы, iOS 14 выходит на iPhone SE 1.
Просто мне кажется, у вот которого как iPad, раз ProProts от 6S. Да. Просто вот этот iPad, он с нами надолго, парни. Я вот к чему веду. Это тот iPad, который, знаешь, на лет на 5 ближайший, наверное. Да, ну, еще из того, что стоит отметить, конечно, ну, там, соответственно, внутри у них есть смарт-коннектор тоже, опять же, теперь, как и у всех старших iPad'ов. Это такие три точечки сзади, к которым прицепляются всякие вот эти клавиатуры, коннекторы и прочее. И самое главное, что он Apple Pencil поддерживает текущий, новый, современный Apple Pencil, который вы можете купить и им пользоваться. Вот. То есть, Apple Pencil теперь не прерогатива прошки. То есть можно на обычном iPad его юзать. Это клево. И, короче, соответственно, у него цена такая же вкусная, как и была до этого. Вот я маме тоже как раз купил. 30-ку он стоит официально в России. А значит, соответственно, ну там серичок будет стоить, ну, 1025-26, где-то так, короче. Можно спокойно будет купить. Это хорошая стоимость для такого базового iPad'а, которому еще можно клавиатуру теперь подсоединять, ту же самую, которую вот к прошкам можно подсоединять. Которая стоит дороже, чем этот iPad. Она стоит 10... Не, она стоит 10-ку. Она стоит 10-12 тысяч. Вот. Ну, то есть... Это вот то, что, то, о чем ты говоришь, это крутая клавиатура за 30-ку, которая типа там супер такая мягкая. Такая. А, ну ладно, хорошо. Это сам, другая клавиатура. Сам она еще 30-ку, он ее поддержит, интересно? Наверняка поддерживает, да? Да. Если так подумать. Короче, чтобы вы понимали, еще и типа, iPad, соответственно, теперь поддерживает клавиатуру и мышку, так что и игры теперь тоже будут поддерживать клавиатуру и мышку, так что Fortrun вы можете спокойно... поиграть. А нет, Fortrun не сможете, но PUBG, пацаны, в PUBG вы теперь точно можете поиграть с клавиатурой и мышкой. И в Call of Duty Mobile, и вот это все. Так что, да, ну, идите нагибать нубасов. Ну, просто охуеть, да, я прям бегу и падаю, что называется. А новый iPad Air, что про него скажешь? Слушайте, iPad Air теперь практически идентичен визуально прошкам. Вот, то есть вот прошки, которые Димина прошка 2018 года, очень похож даже сзади, то есть особенно черная версия, там и белая, ну практически идентично. Ну еще есть и цветастые сделали, такого типа розоватого, зеленоватого и синеватого цвета. Напомню вам, что вот этот самый синеватый цвет, кстати, есть теперь и на iPad Air, и на новых часах. И говорят, что новый iPhone 12 Pro тоже будет вот этого синеватого такого цвета, который называется Royal Blue. Вот. Что, в чем прикол? Короче, iPad Pro, ну, iPad Air теперь с таким же процессором, как у iPad Pro A14. Вот. У него теперь тоже есть смарт-коннектор, у него теперь тоже USB-C, но чего у него нет? У него нет Face ID и вообще всего, что связано типа с этими передними камерами, вот с трехмерными. У него нет лидара, соответственно, сзади, и у него Touch ID внутри кнопки. То есть внутри кнопки включения, короче, у него теперь Touch ID. И я могу сказать, как бывший пользователь Xperia, это классное решение, потому что во всех Xperia, начиная с Z3, по-моему, когда появился дактилоскопический датчик, он был на боковой кнопке, срабатывает мгновенно, безотказно, и это прям, ну, очень удобно на телефоне и на iPad, я думаю, тоже. Ну, в общем, короче, все это ведет к тому, что там очень, там безумно быстрый процессор, потому что процессор A14, я на секундочку вам так скажу, что это тот процессор, который сейчас пойдет абсолютно во все новые Mac'и. То есть новый MacBook, который вот будет как раз на, типа, на базе вот армовского, вот этого Apple-овского чипа, он будет на базе как раз A14. Говорят, iMac тоже будет на базе A14, только с большим количеством ядер и типа с более разогнанным. Вот. Но A14 это реально очень быстрый процессор, который, ну, чтобы вы понимали, ничего даже близко подобного нету в Android мире, потому что ни один Qualcomm, типа, ну, даже близко не подходит. А это уровень процессора, который, ну, практически такой средний десктопный на уровне какого-то там Core i5, там, четырехъядерного, вот, который там в ноутбуках. То есть это действительно очень мощный, быстрый процессор, при этом у вас реально iPad может держаться там весь день батареи, вообще весь день при нормальной нагрузке такой. Вот. Или, типа, если вы по чуть-чуть им пользуетесь, то вообще неделю может работать совершенно спокойно. Вот. Ну и, короче, вот это, по сути, есть вот iPad Air 4. По факту это и есть, по большей части, все вещи, которые, в общем-то, показали на конференции. А я правильно понимаю, что Sony, видимо, все-таки... Apple что-то, видимо, покажет в октябре. То есть, видимо, новые iPhone, новые Mac'и. Ну, ты знаешь, все про это говорят, потому что, да, говорят, что обязательно покажут новый iPhone, под них
покажут вот эти самые наушники, ну, потому что скажут, типа, iPhone, да, музыка, да. Вот вам идеальные наушники к ним, вот это все, короче. А еще не забудьте подписаться на наш замечательный Apple Music, да, и вот новые, вам еще подписка, да. Да, и, как бы, соответственно, говорят, еще покажут к тому же, соответственно, HomePod mini, и вроде как, возможно, покажут новый Apple TV, который будет, типа, помощнее, ну, то есть, типа, так, про между прочим, что он, типа, у него просто новый проц, и это, по сути, будет как новая игровая приставка, потому что к нему подсоединяется же DualShock, там, и от Xbox контроллер, и сможете, типа, играть, условно, там, не в Fortnite. Мне интересно, покажут ли новые маки. Мне надо MacBook свой обновлять. У меня он 2014 года. Уже а ты готов уже к MacBook на армию? Не то чтобы, но посмотрим. Зависит от того, будет ли он поддерживать софт. Ну, то есть, как бы, вот. Если мой нет, софт, ничего которым... не будет. Ничего не будет поддерживать. Ну, не будет, так значит не будет. Ну, на самом деле он будет поддерживать здесь софт с iPad. Хорошо спрашивают по поводу AirTag. Почему AirTag не показали? Их уже спалили. Говорят, что их уже спалили. Вот, скорее всего, с айфона, потому что якобы на айфоне будут педалировать историю с этим самым чипом O1, что он сможет найти ваши часы, что он сможет с этим AirTag найти, соответственно, машину, найти, блядь, все что угодно. Короче, ну, куда вы прицепите, то и найдем, да. Да. Соответственно, причем он типа в дополненной реальности будет вам показывать, где этот предмет находится. Хорошо, и ему... чип O1. Найди мне убийцу Кеннеди. И такой айфон потеет просто. Айфон такой потеет, типа. Да. Короче, слышите, пацаны, ну, последняя вещь про Apple, которую стоит вообще сказать, как вы помните, происходит долгоиграющая битва между Epic Games и Apple. И в очередной раз... Да, в очередной раз, короче, там, типа, все начинают боковать. Например, на Apple теперь наехал Spotify, мой любимый. Знаете, что они сказали? Они сказали, что так как Apple делает вот в единую подписку и всячески педалируют ее, то вот люди, которые купят эту подписку, они же получат Apple Music. Им больше не будет нужен Spotify. Ну, звучит на самом деле логично. Ну, то есть, как бы... Поэтому, наверное, да? Я думаю, что Spotify нужно обратиться еще к компании Amazon, которая делает ровно так же с Amazon Prime. И думаю, что к компании Яндекс надо тоже обратиться с, в общем-то, с Яндекс.Музыкой, Кинопоиск HD, которые все входят в Яндекс.Плюс. А к Гуглу обращаться не надо, потому что Google Music, типа, как бы такое. Все. Ну, я просто к тому, что Spotify, конечно, в этом плане непоследователен, как бы. И, если честно, конечно, ну, это некрасиво, то, что они сделали. Что значит некрасиво? В мире больших денег нет... красивых или некрасивых жестов. Есть большие и малые деньги, большие и малые риски. Вот тебе, пожалуйста. Это если правда. У тебя получится выиграть иск против Apple, то ты молодец и на коне. Не получится, да и хуй с ним. Ты все еще имеешь огромную базу подписчиков этого Spotify. Я подписчик Spotify. Да, блядь, мы все тут подписчики Spotify. Что с этим поделаешь? Как он в России вышел, так я стал подписчиком Spotify. Могу сказать, что короче, мне нравится Spotify. Мне тоже нравится очень Spotify, я до сих пор пользуюсь им, и мне не нравится Apple Music, и нравится Spotify, но я отношусь нормально ко всей этой истории, что типа Spotify реально обосрался, и зачем они вот это вот начали педалировать эту тему, это тупо, я считаю. Короче, пацаны, Apple и Epic. Последние новости с полей заключаются в том, что теперь Apple подала в суд, в общем-то, на Epic Games, и всячески говорит о том, что если вы считаете, что Epic Games это этакий Робин Гуд, который пытается защитить интересы маленьких разработчиков, это не так, потому что Epic Games — это вообще-то мультимиллиардная компания, которая просто хочет ничего не платить за то, что она получает огромное количество пользы с App Store. Так, ну, ты, я кстати, чуть-чуть перефразировал, но именно ты, так кстати, она видел, сказала Apple в своих документах. Видел новую формулировку в иске Apple? Видел? Бля, да. Мне кажется, знаешь, такой высокий слог. Ну, то есть вот, прям, знаешь, переписка высокоинтеллектуальных людей, а не боксеров по переписке, как мы это видим. То есть такие типа... Раз на раз выйди, да. Эпики разожгли костер сами и подлили в него бензина. Это такой, сука, серьезно? Это все еще суд или, блядь, это цирк ебаный? Только с целью повысить интерес к Фортнайту, потому что Фортнайт за год потерял до 70% за полгода аудитории. Да. Но, да. Ты знаешь, на самом деле, значит, Fortnite
Мне кажется, это правда. Ну, то есть, в какой-то степени. Ну, то есть, плюс-минус. Потому это, что... даже на Твиче намного меньше народу смотрит. Apple не понимает одного. То, что у Fortnite падает количество подписчиков, количество людей, которые в него играют и прочее. Выходит новый апдейт, и сразу резко все опять рвет все топы, понимаешь? Это ну, так работает. Вообще новый апдейт вышел. А когда апдейты не выходят, ничего не происходит. Апдейт-то вышел, а в Twitch что-то там, Fortnite что-то... Там вообще-то Marvel добавляется так-то, всякие штаб-квартиры. Вы играете в Fortnite? Я перестал. Макс? Ну, я как родитель буду вынужден лет через 5, но это другой вопрос. Ну, то есть сейчас нет? Нет, конечно. Откуда вы, блядь, знаете, вышел там апдейт или нет? Мне просто интересно. Ну, я просто за лентами кинул проклятые, блядь. Каждое, блядь, издание пишет об этом. Каждое нахуй издание пишет об этом. Просто ролики, хорошо, трейлеры, вопрос, блин, вопрос, тебе прям въеблет этими трейлерами. Просто на засыпку. Просто на засыпку. Про что новый апдейт? Про Marvel. Про это написали абсолютно все, блядь, кому не лень. Ну, Дим, я тебе даже больше скажу, давай там вот еще добавили будешь, новую пожалуйста. Видеокарту AMD. Творческий режим, да, кстати. Ну, да. Я просто к тому, что, да, возможно, в этом плане Apple и правы, что действительно там слушайте, что-то падает. Слушайте, смотрите, я прямо возможно, сейчас вот нет, смотрю. Смотреть за историей между Epic и Apple мы будем еще очень долго. Потому что у них вот только сейчас начинается вся основная судебная движуха. И длится это судебное разбирательство, может, блядь, сука, целый год. Понимаешь? То есть, как бы мы еще успеем от этого. Нам это успеет надоесть. Мы это обсуждаем, хуй пойми, какой подкаст подряд. И я могу сказать, что я здесь на стороне Apple. Я, к сожалению, не на стороне эпиков. Мне кажется, что они просто. Ну, то есть, это не та вещь, ради которой стоит сражаться, скажем так. Что они сделают? Ну, то есть... Ты понимаешь, что знает? Они есть... хотят продавить Apple в суде для того, чтобы дальше их продавить по истории, которая, как ты помнишь, во всей этой теме была в том, что Apple же раскрыл документы, переписки о том, что Тим Суини пришел с тем, что хочет запустить свой собственный EGS. Магазин. Да. Apple отказала, а потом типа Epic говорит, хуй с вами, сейчас будем продавливать вас на платежи. И они хотят сначала продавить на платежи, а потом на магазин. Понимаешь? И как только они продавят на платежи, они будут пытаться продавить на магазин, чтобы выйти на миллиардную аудиторию айфонов, айпадов там, типа вообще iOS, а теперь еще и маков, потому что маки будут на армии, соответственно, поддерживать все приложения с App Store. Хотя продавить эту аудиторию, чтобы сделать магаз и нихуя не платить. Знаешь, что меня поражает в судах крупных компаний? Ну, то есть вот, ну, представь себе, что мы с тобой посрались, и я набил тебе морду. Ну, представляет, у вас это каждый подкаст. Или ты набил мне морду. Вот. И мы такие, типа, подали друг на друга в суд, где я говорю, это Тимур первый начал. Ты говоришь, нет, это, блядь, Дима первый начал. Вот такая вот у нас история, да? И если мы так, ну, как бы, конфликтуем, то мы, скорее всего, не общаемся. Но в суде крупных корпораций не так. Крупные корпорации могут сраться в судах, причем, знаешь, там, блядь, с обвинениями просто невероятнейшими. Но при этом сотрудничать по другим аспектам. То есть, например, было смешно, когда Apple воевала с Samsung, и при этом Samsung поставлял ей чипы. То есть, как бы, я думаю, что с Epic примерно то же самое. То есть, да, Apple срется с Epic, что не мешает им делать на каком-нибудь Unreal Engine что-нибудь еще для своего продакшена, например. То есть, как вариант. Что? Продакшн. Дим, ты зашел не с той стороны зашел. Но я понимаю, что ты хотел сказать, но ты зашел не с той стороны. Дело расскажи том, что... со своей стороны. Там смысл в другом. Смысл в том, что по факту у тебя есть Epic Games, который борется с Apple, но при этом Apple говорит о том, что мы готовы все вообще сейчас прекратить. Ну, просто нужно обновить Fortnite и убрать из них вот эту вашу поебень со второй оплаты. И мы сразу все восстановим. Все будет нормально. То есть сначала ты берешь и говоришь, что типа, ах вы суки пидорасы, да, короче, там. А потом берешь и такой, типа, как бы, да не-не-не, все, на самом деле все нормально. Просто уберите вашу поебень, короче, и все. И мы, типа, забудем про все. То есть, как бы, вот в этом плане сейчас, как бы, интересно, как это будет развиваться. Пойдет ли, сдаст ли фраер назад, понимаешь, что... Ну, это уже началось, как бы, телодвижение.
Ну какие? Пока нет никаких движений. Пока Epic все еще сидит пацаны, и пытается педалировать эту историю. Пацаны, короче, чтобы вы понимали, давайте завершать эту тему, потому что мы ее просто уже жуем, который подкаст. Когда вы рассуждаете о миллиардных и триллионных корпорациях позициями «это несправедливо», «это анти-чего-то там», пацаны, там битва идет тупо за бабло. Все. Все, это просто банально попытка урвать побольше бабла, ничего не делая. И смотреть надо на все эти разборки именно с такой позиции. И выводы делают соответствующие. Поэтому удачи Эпику. В Fortnite поиграем через года полтора на iOS, когда они там наконец-то полностью придут. Мне очень нравится, что Тим Суини там пытается всячески, опять же, педалировать историю, связанную с тем, что, типа, если вы думаете, что вся эта борьба на самом деле полная хуйня и за деньги всего лишь, как бы, нет, мы боремся за базовые принципы технологической индустрии, что, типа, если ты покупаешь устройство, оно твое, если ты устанавливаешь туда софт, он тоже твой, короче, который ты хочешь, который, типа, вот ты можешь создавать свои собственные приложения, вот это все. И я такой, знаешь, хочется Тиму Суини так постучать в дверь и сказать, братан, ты когда... разрешишь мне танцы публиковать в Fortnite? Мои собственные. Когда ты мне за танцы для заплатишь, моей собственной ты, скачанной игры. Которую ты спиздил, скорее так. Да, типа, или когда ты заплатишь за танцы, когда ты спиздил. Или когда ты хочешь сказать, типа, а модить игру тоже можно, да? Моя же игра, да? Моя игра. Можно модить, да? Нельзя? А почему? Она же вроде Basic Tech Industry Principles. Как бы, знаешь, а то типа в одну сторону можно, а в другую нельзя, как бы, понимаете? Так работает абсолютно любая логика людей, когда они топят за свою историю. Ну, то есть мы часто не замечаем в своих глазах бревна, что называется. Мне кажется, это абсолютно нормальное явление. Вот. Но, переходя к нашим впечатлениям, давайте мы закончим с Apple и Эпиками. Мне кажется, вообще нам стоит от этой темы воздержаться в подкасте. Мне, честно сказать, надоело. Я в какой-то момент, когда я в очередной раз увидел, как Тим Суини бомбит в Твиттере, причем, знаешь, он бомбит в Твиттере очень смешно, он бомбит примерно так, как у меня бомбят люди, которые там, знаешь, там, я напишу какую-нибудь хуйню про Xbox, мне приходят люди, доказывают, что это не так. Напишу какую-нибудь хуйню про Sony, мне приходят люди и доказывают, что это, блядь, не так про Sony. Ну, то есть, чисто ведется на троллинг. Мне кажется, что Тим Суини, он примерно такой же чувак. То есть такой обыкновенный, знаешь. Только миллиардер. И, то есть, когда он в очередной раз бомбит Твиттер, я думаю о том, что, блядь, знаешь, просто заблокировать нахуй все новости про суд Эпика и Эпла, потому что она реально всем надоела. Хотя прошло только 2 месяца, или сколько, 3 месяца, да, примерно. Нет, 2 месяца. Дим, в Твиттере можно, знаешь, что сделать? Там можно, если ты пользуешься официальным клиентом, можно замьютить ключевое слово Fortnite. Да, но... Ну ладно, хорошо, я подумаю. Но я просто к тому, что, мне кажется, за этой историей стоит посмотреть, там, знаешь, там, ну, грубо говоря, там, блядь, в декабре, например. Как у вас там дела? Ну, знаете, вот мы выиграли вот здесь, и вот вы проиграли вот тут. Вот тут вообще была битва такая. Ты такой, да? Как хорошо, что я все это пропустил. Давайте так. Слушайте, давайте действительно поговорим про впечатления, как бы закончим наши новостные истории, поговорим про то, что, в общем-то, нас действительно впечатлило, нам действительно понравилось. Вот. Нам с Димой... Ну, или Димка, по крайней мере, изначально говорил, сейчас я не знаю, как у него. Втроем. Короче, мы все посмотрели большую часть серии первого сезона, которые на данный момент вышли, воспитанные волками. Это Raised by Wolves. Да, это сериал Ридли Скотта. От, как это назвать, телеканал или что это такое? Это HBO, по сути. Это, ну, стриминговый это сервис. Стриминговый сервис HBO Max. Так, но по факту это и есть HBO, да. Понимаешь? Которые дали денег на это, на все. Ты начнешь? Или кто? Давайте я начну. Давай. Я могу сказать так, что вообще... я когда посмотрел первый трейлер, он меня немножко заинтересовал. Вот. И я такой подумал, ну прикольно. Вот. Вы знаете, Raised by Wolves — это, наверное, один из немногих сериалов за последнее время, а их на самом деле не очень много, которые тебе настолько интересно, что будет дальше, что ты прям вот выходит из серии, такой, о, бля, бросаю все дела, иду смотреть, короче. И вот прям
мне очень понравилось то, как они завернули сюжет. Явно показывая, типа, что все не так, чем кажется, ну, как обычно. Вот. Ты начал издалека, этом... ты лучше расскажи, о чем вообще смысл. Ну, то есть, да, сейчас расскажу. Я имею в виду, что какие-то мои первые впечатления такие, типа, да, что мне очень понравилось. Вот. Но о чем вообще сериал? Зачем он нужен? Как бы, что это такое? Это, типа, sci-fi про супер-гипер-далекое будущее. Там, типа, чуть ли там 2500 какой-то год. Ну, там, типа, то есть реально не скоро. Земля, соответственно, погрязла там в войне, ядерные бомбы, вот это все, прям апокалипсис. И все это происходит на фоне радикализации религии, потому что большая часть населения начинает верить в культ солнца. И типа, что, ну, по сути, все то же самое, что в современном текущем солнце религии. Там, он, да. Да, какое-нибудь типа христианство, но только типа Бог — это солнце на самом деле. Он там типа очистит мою душу, вот это все, там искупи мои грехи. И, соответственно, весь мир погружается в такое средневековье, но только с... Сайфайное средневековье, я бы так это назвал. Да, такое сайфайное средневековье. То есть там у тебя... Они даже одеваются как средневековье. У них даже прям прически как средневековье. Но они там при этом открывают там голографические сканеры, там стреляют из бластеров там и прочее. Вот. И, соответственно, производят там всякие высокотехнологичные там всякие предметы. И есть, соответственно, культ атеистов, который говорит, что типа это все херня, и они начинают сражаться, там ядерный апокалипсис. И в какой-то момент люди... Земле наступает пизда. Да, и одни, и другие, одни такие типа централизованные на ковчеге отправляют несколько тысяч человек, соответственно, в гибернации плыть на одну из экзопланет, ну, то есть типа Кеплер, землеподобных, да, планет. Угу. Кеплер-22b называется. А другие маленькими кучками пытались отправить, соответственно, атеисты, роботов, которые должны были вырастить детей. Вот. И, соответственно, мы наблюдаем в сериале за тем, как прилетает, по сути, два робота. Один из них женоподобный, другой типа мужеподобный. И женоподобный робот с помощью специального устройства выращивает несколько детей буквально типа обычным циклом там, в искусственной матке, вот, за 9 месяцев. И начинают их растить. То есть типа мать и отец. И они выполняют разные функции андроида и их потихонечку растят. И в какой-то момент... Мы выясняем, ну, а планета такая пустынная-пустынная, то есть вся прям, ну, и на ней явно было какое-то остатки жизни когда-то давно, потому что они находят, например, гигантские скелеты змеи, гигантские, в смысле, реально там, типа, змея 100 метров размером, вот. И, соответственно, в какой-то момент прилетают люди, которые прилетели на ковчеге, и они, соответственно, религиозные, вот, а детей растят как атеистов, вот. Да, и у них начинается конфликт между, собственно говоря, этими роботами, которые... воспитывают детей как атеистов, и религиозными людьми, которые находятся на этом ковчеге. Собственно говоря, мы не будем вам спойлерить дальнейшее развитие сюжета. Я бы сказал так. Ридли Скотт на старости лет опять начал снимать фильмы, в которых очень сильно религиозная тема. То есть, что было у нас в «Чужом завете»? Помните «Чужой завет»? Да. Что у нас было в «Прометее»? Плюс-минус это очень похожие и стилистически, и, наверное, даже с точки зрения логики происходящего фильма. Но проблема в том, как мне кажется, что Ридли Скотт — это тот человек, который в этом сериале показал атеистов не как типа таких людей, которые ну, как бы делают добро для человечества, а он их, наоборот, показал как ебанутых. И мне кажется, что на этом фоне будут некоторые проблемки, поскольку логика тех андроидов, которые есть, ну, которые воспитывают этих детей, она очень сильно отличается от человеческой логики. То есть моралью там совершенно не пахнет. Я бы так это назвал. Слушайте, вы про главное не говорите. Я бы немножко поправил, подождите, по поводу морали, что в сериале как раз очень четко прослеживается, что в каждой стране он показывает, что есть свои достоинства и недостатки. Он говорит, что и атеисты хуйню полную воротят, базируясь как бы на каких-то вот этих принципах, типа утилитарных таких. Да. И религиозные чуваки чем-то хороши, потому что они там друг друга поддерживают, вера, вот это все. Но, и полный пиздец происходит, типа, что там мне сказали изнасиловать женщин. Понимаешь, да, как бы... Ребят, проще.
проще. Вы уже зачем-то пересказываете сериал? Вот просто сказываете. Нет, я не пересказываю, мы говорим как раз про мораль. Очень общими словами. Это так такое. Короче, все, что вы должны знать, даже если вам похуй на сюжет, даже если вам не понравятся мотивации, даже если вам насрать на сеттинг, он ебанистически красивый. Вот просто реально Raised by Wolves охуенно снят. Он очень дорогой. Он очень красивый. Там шикарный дизайн. Там абсолютно роскошная картинка, потому что это Ридли Скотт. И там очень дорогая постановка. То есть, ну вот просто это тупо блокбастер в стриминге, по факту. Я не совсем согласен. Я могу сказать, что местами он снят очень дешево, потому что снимался он в Африке. И, ну, то есть, на постпродакшене ее превратили в такую, типа, планету. И на самом деле, когда смотришь сериал, видно, что там не так уж и много локаций, в которых происходит место действия, но, скажем так. Но другой момент, то что сериал очень удивляет тем, что сейчас произойдет в нем. То есть, я когда его смотрел, мне казалось, что вот сейчас произойдет вот это. Да? Ну, то есть, ты как бы смотришь сериал, и ты примерно представляешь, что вот сейчас произойдет вот это, вот сейчас, наверное, вот это. Ну, то есть, у тебя есть какие-то стереотипы, по которым должно развиваться действие. Этот сериал меня удивлял, блядь, от первой до последней серии. Я посмотрел 5 серий, их будет 10, они еще не все вышли. И вот эти 5 серий, блядь, каждая удивляла. Сука, каждая серия меня просто удивляла. И чистая правда. Мне кажется, что это первый момент. Второй момент. Очень многие люди не понимают христианский символизм. Дошло до смешного, то есть, что история там андроида, который как бы в такой позе, скажем так, распятого на кресте Иисуса в какой-то момент появляется, он мимо людей абсолютно мимо проходит. То есть люди не думают о каком-то символистическом, скажем так, направлении. Они ищут логику происходящего. И поэтому мне кажется, что условно у фанатов какого-нибудь там Баженова с этого фильма будет дичайше бомбить. Потому что они будут находить, что «А зачем они пошли туда? Ведь это нелогично!» Или там «А зачем робот сделал вот это? Ведь это глупо!» Отбрасывая абсолютно все художественное наполнение, которое очень сильно завязано на символизме. Даже сам факт того, что у тебя есть робот типа «мать», ну, то есть андроид-мать, да, и она переживает материнские чувства, но при этом она, блядь, робот и не может этого сделать, даже сам этот факт люди игнорируют, и они подчиняются чисто абсолютно логике. И поэтому мне кажется, что этот фильм, точнее, сериал будут хуесосить. Те люди, которые хуесосили «Чужой завет», «Прометей», знаешь, там вот эта история, типа, блядь, да конечно, у них там по кораблю откуда чужой... Откуда у него лестница? Чужой? Из жопы, что ли, вынул? Да, да, к чужой, блядь, разгуливает, а они, блядь, там нахуй дом из камней строят. Вот дураки, блядь. Вот для таких людей смотреть этот сериал абсолютно нахуй противопоказано. Поскольку мне кажется, что в некоторых моментах, ну, то есть, если на это сильно заострять внимание, у тебя разрушится абсолютно вся картина, которую пытался Ридли Скотт в этом сериале создать. Второй момент. Ридли Скотт же на самом деле снял-то только 3 серии из сериала. То есть он как бы вот... Это знаешь, это такая же история, как была с... как же этот сериал назывался? Про бутлегеров, блядь. А, про Мартина Скорсезе и Boardwalk Empire, да? Да, да, Boardwalk Empire сейчас имеете. Подпольная империя. Да, да. Подпольная империя, точно. Он же тоже там снял только первую, по-моему, и последнюю серию. А все остальное время типа продюсировал. Ридли Скотт здесь то же самое сделал. То есть он снял первую, по-моему, серию и, по-моему, вторую. А, и последнюю. Вот. А все остальное как бы делали уже другие люди. Поэтому, ну, то есть, как бы, да, Ридли Скотт замечательное, отличное имя, знаешь, там, типа, которое можно лепить на обложку, но поймите, что он только задал тон. Вот, все остальное делали... Ты понимаешь, что, грубо говоря, от него шел некий Quality Assurance? Сценарий писал не он. Это не нет, Quality Assurance, я тебе говорю, о том, что, типа, он мог спокойно зарубить, типа, любую серию, сказав о том, что, бля, вот что за хуйню сняли. Да. Ну, я просто к тому, что некоторые моменты в этом сериале, они специально еще и не объяснены, знаешь, то есть, вот, например, там есть моменты, это, которые... Да, там есть вот эта недосказанность, которая берется из фильмов Кубрика, ну, типа, там, «Одиссеи», специальная недосказанность, потому что некоторые вещи должны, ну, типа, на вашу фантазию оставаться. Если вы идете в «Raised by Wolves» серии, что сейчас вам все ружуют и в рот положат,
Нет, там задумано, как в любой религии, так, что некоторые вещи ты додумываешь. Либо вот додумываешь, либо мотивы. Тебе их объясняют там через несколько серий. То есть ты да, там, знаешь, да, там да. посмотрел первую, такой, типа, что за хуйня? А объясняют это только в пятой, знаешь, то, что произошло. Ну, то есть я условно говоря. Второй момент, который мне понравился в этом сериале, это то, что мне нравилась всегда книжная фантастика, знаешь, такая, которая, типа, sci-fi прям такой вот, типа, Хайнлайна какого-нибудь, то есть из Золотого века классической фантастики. И мне этот Raised by Wolves напомнил... помнишь, был такой, была такая повесть у Стругацких, называлась «Малыш». Да, не помню, читал никогда? Помню, читал. Вот что-то похожее, плюс-минус, ну, то есть с поправкой на время, с поправкой на то, что это Ридли Скотт, с поправкой на то, что это сериал... То, что в сериале надо держать интригу и прочее. А вот то, что мне не нравится в этом сериале, это некоторые исполнители некоторых ролей. Там играет мужик, который играл в «Викингах» этого Рагнара, или как его там зовут. А, ну я точно. Понял о ком-то. Блять, вот честно, вот он актер одной роли. Вот он как играл этого, блядь, ёбаного викинга, так он, сука, играет этого ёбаного викинга. И либо я не могу избавиться от этого впечатления. Ну, то есть, как бы, вот, у меня так это работает. Я, кстати, не смотрел викингов, поэтому у меня вот нет такого впечатления как раз. Ну ладно, хорошо. Короче, мы все довольны, я так понимаю, этим сериалом, правильно? Да, мы все очень его советуем, так что, если есть возможность, посмотрите. Его нельзя смотреть нигде в России, только пиратить. Так, просто чисто между... Почему? Можете подписаться на HBO Max и пойти. Через VPN, да, смотреть. Либо через VPN, да. По-моему, его Кинопоиск купил, то есть теоретически его на Кинопоиске должны вроде как начать показывать. Но, по-моему, пока не начали. Либо Амедиатека, я не помню точно. Не помню точно, кто... Кто-то из них должен это сделать. Вот. Да? Ну, короче, слушайте, мы советуем. Если не смотрели, смотрите. Да. И очень коротко расскажу. Я тут проходил Спайдермена повторно и купил сезонный пропуск на распродаже PlayStation, который называется City Never Sleeps. Это 3 DLC для Человека-паука. И, в общем, очень коротко в контексте анонсов, которые были вот сегодня на момент записи, если вы купили игру и прошли ее, но не купили DLC, очень советую их пройти. Не потому что они классные, они нормальные, просто нормальные. Но они очень важный сюжетный мостик между основной игрой и Майлзом Моралезом. И очень многие сюжетные ветки, которые есть в этих DLC, я их даже в ролике, который показали сегодня, видел. Или если вы не прошли Человека-паука и не купили его, мой вам совет вообще, и планируете взять PlayStation 5, подождите, пока выйдет Майлз Моралес на PlayStation 5, потому что там будет апгрейженная версия основной игры идти вместе с Моралезом. С DLC причем. А если у вас есть базовая игра, то DLC советую, потому что они в меру классные. Это примерно еще 6-7 часов геймплея, если не сильно задрачивать сайд-активности. Там прикольный сюжет и прикольный, кстати, злодей. Да, и прикольный злодей, прикольный сюжет. И там очень круто, без спойлеров, очень круто развивают линию инспектора Ватанабе. Мне прям очень понравилось. Так что да. Я не играл, я тоже попробовать. Да, блин, чувак, у тебя на двойке есть, Дим. Класс. Тем временем, Кирилл занес нам 100 рублей. Как впечатление от iOS и WatchOS от новых циферблатов? Мы уже рассказали. Впечатление, кстати, циферблаты мне очень понравилось. Я еще говорил это на конференции Apple, что я рад, что они начали уходить потихонечку от всех этих хронографов, которые эмулируют, по сути, типа вот механические часы, в сторону просто классных, клевых, минималистичных дисплеев и, по сути, повторять успех Swatch компании, которая выкатила на том, что они начали продавать огромное количество дешевых часов, абсолютно идентичных друг другу, у которых только отличались ремешки и циферблаты. И все. Uh-huh. И здесь то же самое, они идут по этому пути. Вот. Слушайте, я единственный, по-моему, из всех из нас, кто посмотрел «Довод». Да, я не смотрел. Соответственно, фильм я Кристофера Нолана. Я сижу, да, сочую. Вот. Я умудрился сходить в кинотеатр так, что от меня на ближайшие 6 мест вообще ни одного человека нигде не было. Вот. Ты ходил ночью, что ли? Когда? Мы ходили в 23 часа. Причем в такой, типа, небольшой кинотеатр, который на районе. Специально, угу. Чтобы как раз вот как бы как можно меньше народу было. Вот. И что я могу сказать? Что «Довод» — это фильм, так скажем, фильм-аттракцион. Потому что... Что ты вкладываешь в понятие аттракциона? Скажем так, это фильм, который... Подожди, просто Майкл Бэй — это тоже в каком-то смысле аттракцион.
Короче, фильм «Довод» является, так скажем, менее глубоким и менее цепляющим внутри, чем, например, являлись там «Престиж», «Начало» или, например, «Интерстеллар». Вот. Это фильм, который, по сути, сделан как такой аттракцион, когда ты приходишь в кино и получаешь удовольствие от какой-то необычной, очень потрясной такой механики. Юбы. Ну, ты про очень то, странной там... механики, да. Типа время туда-сюда. Потому что, чтобы вы понимали, в фильме настолько не очень круто раскрыты персонажи, за редким исключением, что главного персонажа даже нет имени. Ну, то есть ты не переживаешь вот за то, что происходит. Тебе просто показывают какой-то срез событий. Тебе показывают некую историю, которая причем настолько круто, интересно и необычно снята, что у нее очень крутой реплеябилити. Вот. То есть, грубо говоря, я очень хочу пойти посмотреть «Довод» второй раз, потому что я понимаю, что, смотря его второй раз, я буду подчерпывать и видеть огромное количество деталей, которые как бы я впоследствии ретроспективно, досмотрев до конца, понимал, что, блин, да там же вот была такая штука, точно, точно, да-да-да-да-да. Короче, и вот как бы очень интересно посмотреть его именно второй раз. Действительно очень интересно. Но при этом ты не очень особенно сильно сопереживаешь героям. При этом некоторые герои сыграны прям круто, потому что, ну, ты понимаешь, что действительно классные, прикольные герои с хорошими, интересными характерами. То есть Роберт Паттинсон там действительно хорошо сыграл. Хорошо сыграл очень Кеннет Брана. Для меня, например, сейчас стало откровением, что там вообще есть Паттинсон. Нет, он там играет причем такую, типа, он, по сути, в сайдкик главного героя. Вот, как бы, ну, типа, он играет очень важную роль. Так. Там сыграл роль главного злодея Кеннет Брана. Причем, как сказала моя девушка, это чувак, у которого идеально получилось сыграть русского мужика, опьяненного властью, деньгами и вседозволенностью. Но он типа антагонист, да? Да, короче. То есть у него идеально получилось сыграть, потому что, ну, как бы вот, если ты в своей жизни встречал там 40-50-60-летних русских таких вот чинуш, да, или да, таких типа очень богатых мужиков, которые типа просто типа, да блять, да мне тут все можно. Вы вообще тут все для меня тут танцуете, типа, да? Вот. Идеально сыграл. Вот выражение лица, как он говорит, вот идеально просто. Я правильно понимаю по тому моменту, как ты очень осторожно выбираешь слова, что «Довод» тебе не слишком понравился? Смотри, мне «Довод» понравился как механика и как интересный эпик-йоба, на который ты идешь посмотреть. Как сюжет, который тебя должен зацепить, как бы где-то, знаешь, вот в душе. Как мне, например, понравился «Престиж», который я готов пересматривать постоянно. Как мне понравилось «Начало», который, ну, чуть меньше, чем, например, там «Престиж» и там «Интерстеллар», как бы и его я тут там меньше раз пересматривал. И «Интерстеллар», который является вообще, в принципе, одним из моих самых любимых фильмов вообще, потому что его я могу вообще пересмотреть сколько хочешь раз, потому что ты каждый раз смотришь, и такой прям, знаешь, внутри музычка играет, и ты такой, блядь, прям душа, такой, так. Ух, короче, вот «Довод» — это не такой фильм. «Довод» — это фильм, который является крутым таким ёба-аттракционом, который, в отличие от многих фильмов, держит тебя постоянно в напряжении. Это фильм, в котором тебя Нолан приходит и говорит: «Так, пришел тут, блядь, у меня посидеть, поразвлекаться? Экшен, да? Сука. На тебе. А ну-ка, блядь, сиди, смотри, следи за руками, следи. Сколько пальцев видишь? 5, 2... 7, а может быть все 45, понимаешь, типа, и как бы вот в этот, и типа, он прям сидит и тебя заставляет смотреть очень внимательно, следить за каждой деталью, и чтобы ты прям такой, о, бля, точно, 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 короче. Помнишь вот этот гифка с Ди Каприо, где который он такой сидит, а потом в телек такой, да, точно, точно, короче. Вот именно вот это про это как раз, понимаешь? И ты реально выходишь из сеанса опустошенным. Потому что ты сидел, блядь, и вот следил. Вот эта история про сюжет, она достаточно логична для того, чтобы ее понять. Она разжевана, она понятна. Или опять надо будет, блядь, сидеть, читать там, типа, объясняем, что было, блядь, в фильме Нолана. Нет, смотри, он сделал довольно простую штуку, самое главное. Он взял некую такую псевдонаучную аксиому, которая как бы объяснила все происходящее. И
на основе этой псевдонаучной аксиомы пустил абсолютно как бы весь вот таймлайн, который там происходит, и все объяснения, как бы, которые вот, типа, а почему? А вот, типа, знаешь, там, чемодан. Да. Почему чемодан? Как бы, а вот этот чемодан, понимаешь, все, короче, и, вот у тебя объяснение есть на любую машину, историю. Сынок, да, я понял. Да, вот да, да, именно, вот здесь наномашины, сынок, только здесь не наномашины, а обратная энтропия называется. Почему? Обратная энтропия, сынок. Понимаешь, все, короче. И все объясняется именно этим. Но тут есть ряд моментов, когда ты действительно должен прям следить, потому что иногда тебя, блядь, так запутывают, что ты сидишь и такой, типа, так, блядь, какой сейчас таймлайн пошел? А ты смотрел? Ты такой, знаешь, ты такой, типа, так, вот он пошел, вышел, пошел, вышел, вышел, пошел, пошел, вышел. А, ну да, точно, короче. И ты такой, типа, сидишь, и прямо во время фильма такой, и после фильма такой... Короче, я понял, я буду смотреть не в кинотеатре, я посмотрю, когда он выйдет в домашнем прокате, потому что... Я думаю, что такими темпами его могут довольно быстро выпустить в домашнем прокате. Я думаю, что, скорее всего, он выйдет где-то уже через недели три, вот. Но я прямо сразу приготовься, что надо смотреть внимательно. То есть прям ты сидишь, внимательно смотришь. Или смотреть несколько раз. А потом пересматриваешь, короче, внимательно, и такой, о, бля, понятно. Но, опять же, как бы, очень классная ёба, крутой саундтрек. Единственное, что саундтрек местами жестковат. То есть прям там такой индастриал играет, который прям по мозгам тебе ебашит. Когда ты сидишь в кинотеатре, там хороший звук, и тебе прям, блядь, ебаными, вот, знаешь, два утюга, и тебе двумя утюгами вот так вот по ушам ебашит. Вот так вот. Может, просто... это в кино так есть. Ну, короче, ладно. Короче, не самый лучший. Я правильно тебя понял? Не самый лучший фильм Нолана. Смотри, но... он крутой с точки зрения технологии и вовлечения. Он похож чем-то отчасти на Дюнкерк, потому что он же тоже был фильм не про сопереживание героям каким-то, да, а Дюнкерк был больше про вот там, про эффект, про то, как снято, про вот там, типа, какую-то вот йогу и прочее. Но немного ты сопереживал героям. И здесь ты тоже, как бы, типа, вот эффект, йоба, какая-то идея, вот большая идея. И немножко сопереживаешь героям. Но не так, как в «Интерстелларе», не так, как в «Престиже» и не так, как в «Начале». Понимаешь? Ну, понятно. То есть, слушай, как бы фильм крутой для кинотеатра или для хорошего звука дома. Ну, на айфоне лучше не смотрите. Да. Это прям вот реально круто смотреть на большом экране, прям классно. Слушай, я тебе предлагаю последнюю тему убрать, если тебе не сложно. Нет, давайте не будем ее убирать, я хотел аккуратно быстро сказать, потому что меня давно спрашивают, типа, что еще посмотреть про аниме, несмотря на то, что людям очень не нравится, когда я разговариваю про аниме. Но я очень быстро хотел вам посоветовать очень необычный аниме-сериал, который называется «Декаданс». Он так и называется «Декаданс»? Он так и называется «Декаданс». Он только там как-то очень странно пишется. Они очень напортачили с латинским названием. Оно? Да. Короче, «Декаданс» — это очень классное sci-fi аниме с некими такими, знаете, прибабахами, с комедийными немножко, с немножко драматичными. Оно очень красиво снято. «Декаданс». Оно пишется да. «Дека-денце». Да. Ну, короче, «Декаданс». Короче, они нахуевертили с названиями, да, короче, там немножко. Но общая сложность — это «Декаданс». Вот. И это, по сути, многослойное с точки зрения сюжета интересное аниме, в котором, типа, все не так, не то, чем кажется. Вот. И, опять же, как бы, что хорошо, там нет вот этой всей поебени с аяшами, обыкновенными японскими школьниками, вот эти типичные вот этой поебени, типа, а сегодня у нас фестиваль, а сегодня у нас, типа, День Святого Валентина, а сегодня Новый год, а сегодня, ну, короче, это, ну, вот это все. Каждый раз, когда ты говоришь про аниме, вот этого всего там нету. Вспоминаешь, да. Может, этого всего там нету вообще, короче. В чем сюжет? Сюжет в том, что, по сути, как бы у тебя есть некое, типа, далекое будущее. В этом далеком будущем, типа, вот есть некая там крепость, передвижная крепость Декаданс, в которой живут остатки человечества. И они сражаются с некими монстрами, гадолами, которые, как бы, на них периодически нападают. И, соответственно, типа, сражаться с ними довольно сложно, поэтому только определенная каста, типа, воинов может с ними сражаться. Вот. И, типа, есть один персонаж, который, типа, такой вот, типа, крутой воин, который тоже может, типа, вот с ними сражаться. И... сразу же практически в мультсериале выясняется следующее, что вся эта крепость, все это сражение, как бы, с этими монстрами, это на самом деле онлайн-игра. Это комедия или что? Но в итоге выясняется, что все не так просто.
Я просто не буду спойлерить, потому что как бы это как бы по сути завязывается как бы на это. Это первая же серия, это все выясняется. Ну, у тебя есть там главная героиня, девочка такая, типа, которая все время потеряла там отца. Эта девочка, типа, работает как хуй пойми кем, но очень мечтает стать воином, но ее не берут туда. И потом ее в итоге отправляют, типа, условно, там, типа, какой-то штрафбат, где, типа, чистят говно, которое прилипает, типа, к внешней части крепости. Она знакомится с мужиком странным, короче, который в итоге, типа, ее учит сражаться. Вот. И, как бы, вот такая вот завязка, типа, и в итоге выясняется, что все это компьютерная игра на самом деле. А потом выясняется там вообще полный пиздец и полная ёба, короче. Поэтому вот я вам даю затравку, но там реально интересно. Очень красиво снято сражение, очень интересный сюжет необычный, классная музыка, хороший саундтрек, прикольные, клевые герои необычные, за которыми интересно следить, и нет всей этой поебени про школу, вот этих всех типичных вещей, которые есть вот 90% аниме. Да, прямо сейчас идет. Понятно. Вот. Короче, я очень советую. Я прям очень советую. Кирилл занес на 100 рублей, приятно удивлен ночным режимом часов. Это про Apple Watch. Не светят, не мешают спать, при этом отслеживая сон. Да и батарею не будет жрать, always on. Да? Да. Прикольно, надо будет попробовать. А ты слушай, не пробовал? Мы про статьи поговорим, которые... Последняя мы... наша как бы вещь, да, мы просто потихонечку вам расскажем про статьи и потихонечку завершим наш подкаст. Кто первую статью? Хотите я? Да вот ты ее и добавил. Короче, тьму, пацаны, очень крутой разбор на DTF. Чуваки, один чувак что сделал? Он разобрал в ребилдах Евангелиона, ну то есть, по сути, повторяющих историю Евангелиона, немножко дополняющих впоследствии. Он в этих самых ребилдах Евангелиона разобрал всю военную технику, которая когда-либо появляется в кадре, какая у нее, какие у нее есть реальные прототипы и, соответственно, на чем она может быть основана. О, это там... на самом деле круто. Такая ультразадротская статья, что просто как бы я прям читал и зачитывался. Как, знаете, там, тут японский танк, тут советский вертолет, короче, да, тут да, какой-то ёба-самолет, который сделали в каком-то там году и не пустили в производство, ну, на его основе сделали. Да, короче. То есть прям реально, если вы там типа фанатеете это Евангелион, или просто вам интересно, что там использовалось, и какая вообще бывает техника, которую потенциально могли бы использовать в будущем, или на чем могли бы основывать там sci-fi, почитайте реально клёвые статьи. Мы прям советуем. Вот. Потом следующая статья, короче, на сайте The Face, это статья про то, какой могла быть матрица. Какой был изначальный сценарий матрицы и какой он претерпел, соответственно, изменения. И какой матрица в итоге стала. И насколько сильно она отличается от того, какая у нее была задумка изначально. Почитайте, а что была реально изначальная очень задумка? Ну, а так, ты почитай. За травочку. Да, не почитай, будем спойлерить. За травочку. Третья статья, которую мы хотим вам посоветовать, она относительно старая, но вечная, можно сказать, в своих стремлениях. Это британский журнал The Register, который пишет в достаточно авторском ключе про IT, рассказывает про то, как Amazon строит свою внутреннюю антиутопию, как он следит за своими сотрудниками, как он борется с образованием профсоюзов. В общем, после этого вы не сможете покупать за $1 HDMI кабель спокойно, зная, что людей угнетают. Статья очень хорошая. Мне ничего не мешает покупать статья кабель за $1, зная, что людей угнетают в очень, Китае. Очень живым языком написано и показывает, в общем-то, на примере конкретного кейса, как можно строить антиутопию. Мы просто вам напоминаем, что уже писали, что если бы Джефф Безос выдал по $110,000 каждому своему сотруднику, то он бы вернулся на тот же уровень богатства, который у него был до пандемии, всего несколько месяцев назад. Серьезно, что ли? Да. Понимаешь? А сотрудников у Амазона несколько десятков тысяч человек работает, на секундочку. Вот. Добро занесло. Короче, просто почитайте... Короче, в общем, почитайте про то, как люди ссут в бутылку на рабочем месте в Амазоне, потому что иначе тебя нахуй уволят, а в твоем городе больше негде работать. Понятно? Да. Добро занес нам 101 рубль, спасибо за ночной стрим, но не надо так часто делать, особенно посреди рабочей недели. Братан, мы это сделали раз в две недели. К тому же у нас есть уважительная причина выход на Next Gen. Такое бывает раз в жизни, раз в поколение. Да, мне завтра вообще вставать в 10 утра, и через полчаса уже надо выйти из дома. Мне вставать в 7, Тимур.
Удачи, братан. Слушайте, ну, короче, мы хотели отдельно, в общем-то, поблагодарить всех тех людей, которые заносят нам денег, потому что именно благодаря вам, напоминаю вам, что, в общем-то, как бы, блин, мы все еще существуем. 198 выпусков, скоро уже будет 200, и 5 лет будет в декабре. Короче, мы все еще существуем благодаря вам, благодаря тому, что вы нам заносите денег, потому что вы нас поддерживаете, и это очень сильно мотивирует продолжать дальше, даже когда это действительно тяжело. Напоминаю вам, что сейчас 4 утра уже четверга, а мы сидим и записываем и подкаст. Потом, да, понимаете, как бы. Вот, в общем, вы должны понимать, что мы идем на многое для того, чтобы сделать для вас классный, своевременный, хороший контент, который будет все-таки на каком-то хорошем, нормальном уровне качества. Вот. Да. Ну, а больше всего мы хотим поблагодарить тех патронов, которые заносят нам больше всего через сервис Patreon. И это Луневский Дима, Пан Котик, Дмитрий Коробенков, Радамса, Слава Украине, Героям Славы, Pepping.com, Юрик Сарихин, Сережа Шатальников, Ильин Егор, Евгений Петрунко, Ромочка Какашкин, Никита Стрельников, Маринад, Дмитрий Лобаков, Антон Серебренников, funkopoprasha.com, коллекционные фигурки в России, Аугментированный Апельсин, Майк Брюханов, Полониум, Павел Стариков, Ти Юджин, Илья Кузнецов, Артур Галиулин, Ярослав Харищенко, Михаил Аронов, fx4trader.ru, Мистер Берни, Джаггер Меш, Орех, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Зив, Владислав Сульяновс, Валерия Неборская, Нексон Су, Женя Тонев, Алексей Кольцов, Алексей Пазников, Григорий Яфа, Мистер Валери, Денис Бондаренко, Алекс Колов, Владимир Ходаков, Артем Логинов, Иван Ткачев, Арсений Вайс и Павел Петлич. Спасибо вам большое, пацаны и девчонки. Да, ура! Да. Ей! Ну и, в общем-то, мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо большое, что вы с нами были. У нас получилось после монтажа, я думаю, там где-то 3.20, 3.10. Дима опять будет на нас ругаться. Вот. На Ютубе у нас получилось 3.40. И, в общем-то, мы вас благодарим за то, что вы нас слушали. Подписывайтесь на нас на Ютубе, ставьте колокольчик. Вы тогда таким образом будете знать о том, что мы вышли в эфир. Ну и, соответственно, подписывайтесь на нас там, где вам удобно, на по поводу подкастов. Соответственно, это Apple Podcasts, это всякие Spotify, Яндекс.Музыка, соответственно, CastBox. Ну, то есть, где вам нас удобно слушать, там и слушайте. Вот. Да. Спасибо большое, что вы с нами были. До следующей недели, надеемся. Вот. И если вам хочется чуть-чуть побольше завтракаста, смотрите на Ютубе наше вечернее шоу ДТКД для тех, кто дома. Давайте, до следующего раза. Всем пока-пока. Счастливо, ребят.